Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, рад вас видеть на моем канале снова, пятница, 22 часа, значит мы собираемся на D-стрим, на тот самый стрим, на который вы довольно часто приходите. Сегодня я невероятно рад видеть здесь Люсю Грин. Люся, привет. Привет, дорогой. Значит, Люси Грин невероятно стремительно ворвалась в наше брекфест-шоу со своими фантастическими тварями. И масса людей, еще вчера не знавшая Люси, сегодня образует гигантскую армию фанатов, вот, которые сегодня поддержали в нашей трансляции каким-то невероятным восторгом. Если вы вдруг по какой-то причине забыли поставить лайк, этой трансляции. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Вот. Ну и в, кроме, кроме того, можно подписаться на канал. Люся, мы-то с Люсей знакомы миллион лет. Очень, очень очень давно. Человек из редких людей, которые раньше меня работали на Эхе Москвы. Вот. Люся, мы с тобой его знакомы много лет, конечно, Александр, но... Вы меня не предупредили, вы предупредили гостю, что стрим может быть пять с половиной часов. Нет. Почему нет? Я тебе скажу, что предупреждал, он предупреждал, что пять с половиной. Не, ну подожди, он может быть и пять с половиной, может быть и шесть, может быть и три. Вот. Да. Что? Много говорит знакомый, самое главное не сказал. Слушай, подожди секунду. Секунду, ты мне сказала, <клев> подожди, сейчас мы, с, подожди, мы сейчас с тобой только что говорили. И ты говоришь: значит, и неважно, о чем мы говорили, ты сказала: ну, возможно, через три часа. Ну, то есть ты подразумевал, что три часа-то мы как минимум просидим. Да, а -а мы не пять с половиной. Ну, знаешь, что это уж как пойдет. Но нет, я уверен, что мы сегодня быстро какие там, значит, ничего особенного не будет. Вот мне пишет режиссер: на пять часов легко, потому что донатов прилично. Я не видел, что донатов прилично, не знаю. В общем, короче, дорогие друзья. А я как раз друзья. зависла, почему я ничего не говорю, потому что я зависла, как раз на вопросах нет донатов, прям нормально уже. Не знаю, мне по опыту видится, что их пока не очень много. Значит, дорогие друзья, вот если хотите задержать Люсю подольше, то присылайте свои вопросы. Остроумные и вопросы, требующие вдумчивого, интересного ответа. Значит, обычно мы там сейчас она еще какой-нибудь надо ее отвлечь чем нибудь отвлеките ее чем-нибудь от <laughs> чтения донатов. Вот, а то она еще что-нибудь обнаружит. Я же не донаты надо... читаю, а вопросы. Такие вопросы интересные Именно. просто, я не могу оторваться. Да. Конечно, нет, но у нас зритель-то. Зритель-то непростой, а зритель, надо сказать, углубленный. Вот, слушайте, что я хотел сказать? Хотел сказать, что, во-первых, я ужасно счастлив, что Люс теперь с нами и делает эти фантастические твари. И вообще, я с трудом себе представляю, что есть хотя бы один человек сейчас среди глядящих, который не видел то, что ты делаешь. И мы поговорим о них тоже. Там есть, во-первых, донат какой-то, вот, во-вторых, мы так или иначе все равно об этом зайдет речь. Я сейчас хотел бы начать, мы обычно с каких-то, значит, технических вещей начинаем с каких-то анонсов там и всего прочего, но я проанонсирую прямо то, что будет на нашем стриме буквально сегодня кроме того, что мы поговорим с Люсей, возможно еще, ну, скорее всего, подключиться к нам тоже известный вам хорошо и по нашим утренним программам Михаил Гуревич. Вот, я, значит, жду, что где-нибудь половина 12, но, может, чуть попозже мы подключим его. Как вы знаете, он в Израиле, в тель -Авии. Там вроде бы началась наземная операция или как-то. Как-то, в общем, не, некоторое продолжение эскалации. Посмотрим, что там его глазами в 23.30... Еще из анонсов у нас мы запустили мерч. Вот видите, на мне тоже. Я не знаю, как надо вот так поднять. Мерч от Жгуна. И, значит, это уже вторая картинка в серии. В наших магазинах уже есть. И в российском, и в зарубежном. На следующей неделе будут еще две картинки. Одна посвящена, значит, нашим отношениям с Майклом Наки, а другая нашей работе с не Норси Башиви. Вот. У тебя там, Есть кстати, на майке хотел... непонятно Лера или Таня вообще на майке то второй это, человек. Это кто. Таня, конечно же. Это конечно же Таня. А. Вот. Ну, у Леры просто Значит, тоже э... рыжие волосы, знаешь? Нет, ну подожди. Во-первых, очки, а во-вторых, Фельгенгауэр. Написано прямо, вот так написано, видишь? Я не вижу. Вот так вижу. Вот так хорошо. Ну, все, так окей. сиди. Я так. Так и буду, да, значит, сидеть. Короче говоря, вот, вроде бы, вроде бы все. Я сказал, я знаю, что у Люси тоже есть что сказать, но, так сказать, из лично бытового. Говори. Да, слушайте, как бы так, я так неудобно себя чувствую, что говорю о себе в такое время. Но в общем, у меня такая ситуация, что я в Сербии с, с тремя кошками, потому что я в какой-то геометрической прогрессии стала их подбирать с улицы. Uh, и, в общем, меня скоро выкинут на улицу 14 ноября, и я никак не могу найти съемную квартиру. Если кто-то может мне помочь, то было бы дико хорошо. Я очень неудобно uh -huh. себя чувствую, когда я говорю сейчас. Да что, слушай, пожалуйста, ради бога, а стрим для того и есть, чтобы вообще как-то, ну, в числе прочего... Решать личные я... проблемы. Конечно, конечно. Ну, правда, тем более, что вот я до сих пор еду на том багаже, который я приобрел со стрима в середине марта, когда я здесь, когда мы с Майклом выступили, и я сказал, что я вот теперь в Вильнюсе. На следующее утро, значит, меня припроводили, припроводили добрые люди в студию, где и по сей день. Вот, и очень здорово все. Вот. Так. Главное, чтобы в Сербии было примерно столько же, сколько в Литве. Это было бы прекрасно. Да. Друзья, если вы в Сербии, если у вас есть на примете какая-то квартира или вы вообще как-то можете помочь в этом, в этом смысле Люсе, дайте знать, я обязательно передам. Вот, Обращайтесь ко мне, я буду значит, Люсе все передавать. Вот. Кстати, у Люси есть бот обратной связи теперь. Ну, вот, я могу его куда-нибудь запустить. Вот туда ей надо отправлять всякую пропаганду. Много отправляют, нет? Да, кстати, много. Ну и ругаются часто на меня. На тебя ругаются? Да, на меня ругаются, Саша. Как на тебя часто? вообще можно ругаться, в принципе? Как, как на тебя можно Ну, ругаться? слушай, они ругают меня за то, что я плохо ориентируюсь в политике. И, в общем, пока что я заслуженно получаю, я должна сказать, вот за последнюю программу мне, например, влетело за Пашкова очень сильно. Ага, да, за, за Криспанда в Израиле. Да, прислали мне репортаж, который, в общем, да, там, конечно, нельзя назвать его хорошим репортером, придется опять извиняться. Мне кажется, у нас такая будет программа, очень легко ее будет делать, потому что она наполовину просто будет э, состоять из а извинений. А я структурирована. структурирован, по того, нет, структурировано. заходишь с извинений сразу, очень удобно, раз заходишь и извиняешься, вот, как, как уже бывало. Ну, слушай, это, это нормально, восприятие оно такое. Я видел, ну, кстати, я видел, когда тебе пишут, что э, я сначала испытывал бота на себе, что пишут, э, значит, э, насчет того же Пашкова, что там очень, ну, как-то очень-очень вежливо. Люся, вы просто не видели там, да да, да. Ну, как-то, в общем, Ну, мне ну попадалось... например, боту, к боту вежливо, а в комментариях к YouTube не очень вежливо пишут э, некоторые. Ну, а, ну, я бы хотела а, сказать но... об этом... Я бы хотела сказать об этом, когда мы будем обсуждать Лизу Лазерсон, потому что это, в принципе, похожая а? реакция, когда человек говорит что-то, да. я не знаю, ну, в моем случае, может, даже не глупое, просто не соответствующее действительности, он сразу становится дураком, просто потому что его оппонент думает иначе. Как это очень токсичная реакция. Меня, вообще, собственно, в лазерсон -то напрягает не то, что люди обиделись, а то, в какой форме они это сделали. Ну слушай, раз ты уже заговорил озер хотя мы планировали по-другому расставить. Но раз уже пошло, да. то чем мы будем? Знаешь, какие-то какую-то структуру делать? Стрим он и есть стрим. Ну да, это да, действительно мощнейшая тема недели. Как ну, мощнейшая? Мне кажется, что новости тут никакой нет, и темы тут никакой нет на самом деле, кроме темы профессиональной. Вот. я я практически не комментировал и, и сегодня тоже не комментировал так очень очень мало и сегодня я скажу что думаю по этому поводу вот. и мне кажется что тут вещь профессиональная ну давай сначала послушаем тебя. Мне как раз очень интересно, что скажешь ты, потому что мне интересно, мне просто, я в этой ситуации обратила, скажем так, внимание на реакцию другого человека в этом эфире, не Лиза Лазерсон, которая мне показалась гораздо, которая, из-за которой у меня родилось больше, мне, у меня к этому человеку больше вопросов, чем к Лизе, я говорю про Венедиктова. Я не очень понимаю, как эти вопросы задавать, потому что он вроде как наш учитель, и, помимо всего прочего, я его немного воспринимаю как father figure. И я не очень понимаю, как человек, который меня научил всему, вообще критиковать. Может быть, ты мне подашь пример? Слушай, ну, у меня просто нет такого. В том смысле, что меня Виндиктов, ну, наверное, тоже многому научил. Я не знаю, так опосредованно, скорее всего. То есть он меня непосредственно, особенно, ничему и не учил. Но опосредованно, наверное. Но, но он тебя кажется, отстаивал. Что... — Слушай, в этом плане, мне кажется, мы квиты. Даже и насчет того, что он меня отставил, я, кстати, очень э, как бы ожидал, что сразу же посыпется, знаешь, референсы к моему увольнению. Вот. Они посыпались, но, правда, сильно позже. То есть, это было упомянуто сильно позже. И я благодарен за то, что не было там, прямой параллели проведено, потому что, мне кажется, это вообще не, не, не похожие, не связанные между собой случаи. Вот. — Я слушай, не проводил не сейчас. Не-не, я не, я не про тебя, я про, про прежде всего, самого Венедиктова. И мне кажется, что ну, мы с ним в этом квиты, в том плане, что он, от, когда он отстаивал, он отстаивал себя. Я, кстати, он уговорил меня остаться, я как, как, вот, то есть я не поступил, как Лиза Лазерсон, хотя мог бы, после этого увольнения, после, значит, вот этой всей истории. Вот, и мне стоило, надо сказать, немалых трудов вернуться и, и пережить. Я же тоже был отстранен. Мало кто помнит, что после этого был отстранен. Но ну, не обо мне речь. Слушай. Насколько вот, тебя поэтому на, на, на два месяца, да, так и есть. Потому что это было дело в ноябре, пришел я уже к, обратно вернулся, я уже к февралю. Вот. И, ну как вернулся? Слушай, я был отстранен от эфира, но не от работы на эхе. И понимаешь, для меня это наказание составляло то, что я работал выпускающим редактором. Единственная работа, которую я не мог терпеть вообще. Вот. Да, ну что говорили. делать? Ну, не то, не... Слушай, ну, работают как на этой работе люди. Наши с тобой друзья и подруги работали, и как-то ничего нормально. Вот, но, знаешь... Я не в этом смысле, как... просто это, по-моему, самая тяжелая работа, и ты все время за кадром, и все шишки на тебя валятся. Это верно, но дело не в этом, а в том, что ну просто вот само по себе пережить как бы отстранение, которое несправедливо, а просто которое часть сделки. Вот, оно не очень-не очень здорово. Ну, да бог с ним, говорю тебе. Ты, ты просто просишь пример какой: ну, в смысле, пример там, я не знаю, критики или чего-нибудь еще, ну, ты давным-давно не зависишь от Венедиктова, как мне кажется, уж я-то. Давно не завишу, а ты уж вообще миллион лет назад. Дело не в том, нет. завишу я от него или нет. Дело в том, что я воспринимаю его, как, ну, условно говоря, папу. и Окей. Mm. Okay. Uh, ну, мне сложно. Я... Мне <съят> сложно а, разделить. Ах, мне мне сл... сложно разделить его импакт на мою жизнь и забыть все, что он для меня сделал и начать критиковать его как другого человека, хотя, конечно, у меня смешные эмоции возникают от того, что он делает, скажем так, в последнее время. И ну, я во не понимаю, да, что люди, это... люди, люди меняются. Во-вторых, ну я не знаю. Слушай, я не хочу для тебя оправданий какие нибудь придумывать. Вот там. Ты того, начни что... тему, я не надо оправдать. Давай начни тему, а, давай окей. ты начнешь все. Слушай, ну давай, я, я скажу. Мне кажется, слушай, все, все обсуждают непосредственно... То, что произошло в эфире: значит, что, что сказала Лиза, как это было сделано, как отреагировал Венедиктов, и все такое: допустим ли это анекдот или нет, допустим ли рассказывать еврейке такой анекдот или нет, и все прочее. Вот. Значит, мне кажется, что все это абсолютная ерунда вот от начала до конца, от первого до последнего слова, потому что мы видим, знаешь, какую-то просто финальную часть того э, большого процесса, которого вообще не должно было быть, в принципе, его не должно было быть, а он только следствие. И он следствие, причем, ну, как мне кажется, неизбежное. Более того, э, следствие, которое, э, в общем-то, уже, уже однажды было. И это уже просто повторение, но другое дело, что, э, в, ну, с некоторым, э, с некоторым таким э, как бы... Ну, с, не, с, с некоторыми последствиями не столько для Виндиктова там и его коллектива, который там о, о, вокруг него в данном случае есть. Ты сколько... про Лесю реакцию говоришь сейчас? Конечно, конечно, разумеется. Вот, сколько, значит, для... Тогда это было внутреннее больше, конечно, событие. Хотя не только. Сейчас это внешнее событие. Абсолютно. Ну и... и... Ну, короче, люди гораздо больше, публика гораздо больше волнуется по поводу э, Лизы, нежели волновалась по поводу Леси. По поводу Леси волновались там коллеги, Корзун ушел, например, там в свое время, ну и так далее. Короче, я вот что хотел сказать, этого не должно было быть, э, потому что никакой Лиза Зарсон, ну на мой взгляд, я абсолютно не претендую там на то, что, ну, условно говоря, если бы я, вот директор я, да, условно говоря, вот у меня есть люди, я тоже их как-то беру в эфир. Никакой там, условно говоря, Лиза Лазерсон не может быть в эфире, в принципе, потому что когда у тебя единственным скиллом твоим, единственным скиллом таким, единственным навыком, который, которым человек обладает в совершенстве, является наглость, и может быть там еще слово охотливость, вот, а все остальное по большому счету отсутствует в принципе, то мне кажется такое не должно быть, это дисквалификация. И рано или поздно закончится тем, чем закончился. Вот, это, наверное, это допустимо, когда такой скилл есть. Если у тебя, ну, какой-то СМИ там, я не знаю, уровня Радио Шансон там условно говоря, наверное, mm -hmm. если если ты претендуешь на то, чтобы быть, пусть и инфотеймендом, пусть и развлекательным СМИ. Ну, как все время Венедиктов говорил, что мы развлекательные СМИ, просто мы развлекаем политикой. Ну, типа того. Вот, окей, вопроса нет. Например, условно говоря, там, Сергей Леонидович Даренко царствие небесное, это, конечно, развлечение, это шоу невероятное. Но это совсем другой уровень. Просто другой уровень. другой уровень погружения, другой уровень эрудиции, другой уровень артистизма и все прочее. Вот, если у тебя единственный скилл это хабалистость, ну, извините, ну, ешьте вот то, что, значит, принесено полной ложкой. Конечно, это, а уж там допустимо, недопустимо, все это стопроцентное следствие вот этого всего. И мне кажется, это случай... Ну, видишь, у тебя какой-то глубокий анализ получается, а я сочетание Лизы Лазерсон услышала три дня назад. Я... Единственное, что я знал, что есть такая Лиза Лазерсон, она феминистка, работает на их Москве. Все, да, это ну, опять же, вот что значит феминистка? Вот, секунду, это, это значит, что э, поставить через запятую Лизу Лазерсон, э, там, э, феминистский антивоенный, э, значит, этот самый, как это называется, феминистское антивоенное движение, или какая? Феминистское антивоенное С, да. С последним буквом. Вот, э, в общем, э, и многих других уважаемых людей сказать, все они феминистки. Ну, извините, если один человек когда-то... Оседлал э, эту повестку э, на э, и сделал какой-нибудь хайп в Клабхаусе, что в свое время произошло с Лизой Лазерсоном, точно не означает, что феминист. Просто в очень, однажды удачно высказался и, и выскочил. Вот. Ну, э, так сказать, что все, собственно, что хотел сказать. Ты, видишь, мне кажется, что О, меня да, волнует да, в этой не... связи да, меня волнует в этой связи исключительно то, что я сразу переношу это на себя. Я знаю, что я человек склонный говорить даже то, что я не думаю часто, как это было в первой программе, за что мне пришлось извиняться, за фразу «все нормальные люди уехали», я так даже не думаю, я не знаю, почему она у меня вообще выскочила. И это, ну, где-то рядом с этим анекдотом, в принципе, ситуация. Почему да ты меня передать. не осуждаешь, вообще, а ее осуждаешь? Близко не стояло. Нет, слушай, вообще я за свободу слова абсолютно. И я считаю, что все произошедшее, в любом случае все произошедшее, это оно в морально-этической плоскости, да, и мы только можем там осуждать или нет. Я, кстати, ну вот там люди, когда говорят там убить, уволить, гражданство лишить, еще чего-нибудь, я вообще против всего этого на самом деле. Ну потому деле. что это, это ну, травма. Это настоящая травля. Yeah. Мне я, я против такой формы резкой, потому что это, ну, те слова, которые написали, это просто ситуация, mm -hmm. произошла вместе с Марковым, Сатановским и с Соловьевым. И мне показалось, что даже Соловьев ругался на этих людей не в той форме, в которой наши либералы сорвались на Лизерсон. И это не позволяет okay. Лизерсон, uh, и это непозволительная uh, uh. форма. Uh, ну я не знаю, увольнение. Люди, опять же, тоже свободу слова. Люди могут реагировать как, как им угодно. Я просто к ним не присоединяюсь. И я говорю, что для меня неприемлемо так реагировать, требовать увольнения, отстранения, еще что-нибудь. Я считаю, что те люди, которые требуют, я считаю, что они неправы. Я имею право так считать. И я считаю, что uh, как бы если им прилетит такое же, ну пусть пеняют на себя. Я их защищать не буду никого. А uh, Дело в, том, что, э, дело в том, что это э, мне всегда казалось, что есть морально-этическая плоскость, которую. Ну, опять же, мы все находимся так или иначе на некотором рынке. На некотором рынке в данном случае СМИ. Вот тебя оскорбило там, тебе не понравилось. Не ходи туда, больше не слушай, вообще заигнорируй. Просто забудь, вас много, реально. Отпишитесь все. Ну, я не говорю, я не призываю сейчас отписаться от живого гвоздя. Я говорю, какая модель поведения возможна? Отпишите все молча: и на завтра придут люди, и вместо э, миллиона обнаружат там 100 тысяч. Так нет, вы же не отписываетесь. Понимаете, в чем дело? Вы хайпите, и значит, еще дальше там э, э, еще дальше там, э, канал раскручиваете. Так он и будет так делать, если вам так нравится. А вот. по-моему, очевидно, это взаимосвязь. А э, тут вот просто пишут Мари, э, Мари пишут. Кстати, Люся Грин из этой же Кагоры, кагорты -то, во-первых, тоже дерзкая. <связывая> Люси Грин может быть сколько угодно дерзкой, а ей вообще можно все абсолютно, потому что она умная. Вот в чем, понимаете, коллашие. Я сейчас, я сейчас не врубаю какую-то там свою скромность, потому что я считаю, что я просто смекалистая, потому что у меня жизнь такая была вначале непростая, и мне пришлось стать смекалистой. Я вообще не умная. Именно поэтому я очень переживаю за этого кейса, потому что я. Боюсь, что я сейчас читаю эти комментарии, да, под фантастическими тварями. Я понимаю, как большему количеству людей я нравлюсь, я дико боюсь, что это может при какой-то ошибке все повернулся против меня. У меня реальная паранойя, то есть у меня немного паника. Я вчера как раз читала и понимала, что вот они мне приписывают эти качества, что я умная, то, что ты сейчас зачем-то опять сказал, что я умная, что я остроумная. И я как бы должна чему-то соответствовать такому. И если у меня будет не будет получаться, я, я все потеряю это. То есть я вчера даже плакала, признаюсь, из-за этого. Мне очень страшно. Да, вот. Господи, боже мой, господи, Люся, какая ты трогательная. <связать> а, вот, а вот у Лизы нет сомнений таких, понимаешь, она а, самая умная, самая красивая и самая крутая, понимаешь, вот у нее нет, у тебя есть, а у нее нет, и в этом большая разница. Смотри, вот ты сейчас немножко, ты пытаешься, страна, да, она, нет. Вот, ты немножко пытаешься говорить про то, кто такая Лиза Лазерсон, я не знаю, кто такая Лиза Лазерсон, для нет. меня что важно, что я пыталась донести... Нет. Извини, пожалуйста, не хочу тебя забивать. Нет, я не пытаюсь говорить, кто такая Лизла зашла. Она тут вообще не важна. Потому что не ее это выбор был. Это было управленческое решение. И оно уже не в первый раз такое. Вот и все. Управленческое решение рассказать анекдот? Нет, управленческое решение поставить этого человека вести эфир. Я же тебе говорю, okay, я все, что я рассказываю, испугалась. о том, что ее не должно было быть в эфире в принципе, не в этом конкретно, а в принципе ее там не должно было быть. Хорошо, но для меня что важно принципиально? Для меня вот важно как бы предыстория. Все равно, если бы Лиза Лазерсон, например, ходила бы с плакатами, не знаю, ХАМАС, One Love, да, и потом рассказала бы этот анекдот, я бы с ней, может быть, разговаривала бы иначе или там, я бы о ней разговаривала иначе. Но так как поступки ее говорят о том, что она сочувствует жертвам трагедии, и этот анекдот не входит в ее идеологическую базу, она так не думает, для меня вот это важнее гораздо, да, как бы не, не слова, а поступки скорее. И мне очень... Я просто вижу эту тенденцию, понимаешь, что вот человек делает что-то десятками лет. Возможно, это не про Лизерсон, вообще история, да, вот, но вот я сейчас, например, сижу в кроссовках «Изи», Человек работал, делал десятки, десятки лет очень хорошую музыку, потом стал делать совершенно гениальную моду, я имею в виду Кани Веста. И вот сморозил фигню. И все теперь. И его все отменили. И, а у человека кондиция ну, психологическая. Не, он, он не сморозил фигню, он прям последовательно шел. Он прям Он э, э, Больной один человек, взрыв. Саша, нельзя, нельзя применять такие же требования. Он больной человек, у него явно какая-то психологическая кондиция и травма. Надо не забывать вообще его бэкграунд. Ну, то есть. Я вот против осуждения. Единственное, что я осуждаю, но это автоматически просто Слушай, происходит, и я сразу осуждаю, ну, то... это педофилия, зоофилия. Надей, но... Если я этого не сделал, я могу осудить. Я именно о том же. Я против травли, я против вот, канцелинга и всего прочего. Тем более, что он довольно часто бывает весьма. А, как бы поверхностным, ошибочным, несправедливым и все прочее. Я против всего этого. Просто не нравится вам человек, не нравится, что он вам делает. Вот в случае с Канни Вестом не слушайте, не смотрите, не покупайте кроссовки, ничего не делайте. Как бы оставьте это в стороне. Нет, никто так не делает. Никто так не делает. Почему? Меня вот это вот потрясает, что я, я всегда, я, знаю, что время делаю очень непопулярную вещь. Ну, я то так есть, делаю. Не, не популярную, а вредную для... Я всегда делаю вредную для... Человек, работающий на публику, вещь. Я часто обвиняю публику, а ее нельзя обвинять. Она не любит, чтобы ее обвиняли. Она любит, чтобы ее любили. Это она может обвинять, а ее обвинять ни в чем нельзя. И а, вот я часто, я часто говорю: слушайте, ну вы же, вы же сами это взрастили, ребята. Вы о чем? Вы аплодировали, вы радостно, а, значит, всему этому подмахивали. Вы чего? А теперь вы, значит, все такие против? Нет, ребята, это с вашего позволения и с ваших, значит подписок и лайков это все произошло, вам нравилось? У меня есть реплика по этому поводу. Я думаю, что, во-первых, честно говоря, публика ни при чем все-таки. Ну, потому что какие-то вещи, которые у нее популярны, все равно закрывают, потому что они вне закона. Не знаю, мне кажется, публику я просто не очень понимаю, есть же версия, что этот анекдот был прямо в, до, в донате, и ее просили его прочитать, в этом случае это, конечно, не очень, но я просто ничего не понимаю. Ничего там такого не, не было, Люд, пересмотри, это в... более того, э, ну, то, что потом было, это вообще просто за гранью, в том плане, что... Э, Наоборот, я считаю, что, что если она прочитала это из-за из доната, это еще больше одно, ты меня сейчас не понял. Не, не, ну слушай, ну донаты вот и мы читаем. Другое дело, как мы их комментируем, там потом разделяем. Донаты разделяем. или донаты? Дело донаты – это пончики. Окей, okay, донаты, извини. Да, вот, да можешь их донатами называть, ради бога, как тебе нравится. Может даже пончики. Mm. Вот, просто Одно дело, одно дело, когда ты, да, еще, ну все, что потом последовало, я опять же, я вот когда люди говорят, она так извинилась, она не так извинилась, еще что, да блин, на вас на всех не угодишь, одному так надо, другому про боль надо сказать, третьему не. <связать> нет, 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 нет. <связать> Это они правы абсолютно, они правы абсолютно. Люди вообще разучились э, извиняться. Я извини, опять да же, что я провожу слушай. такую параллель, но она есть. Э, как извиняется, Правильно, веков, давайте веков, Простите. Нет, серьезно, если... Как извиняется Степан Дождь, как извиняется Лиза Лазерсон, как извиняются все эти люди, они извиняются так. Я был неправ, но... Ну, не, не может быть никакого но. Но ну, ты же уже извиняешься, камон. Нам всем надо научиться извиняться. Я не говорю, что вот есть только две команды, которые извиняются как не так. Я тоже, наверное, делаю. Но надо без но, если уж извиняться. Это правда. Я тоже согласна, что извинился, он кривовато. Мне вообще наплевать, как она извинилась. Мне не наплевать, что она начала врать потом. Ну, то есть, вранье было сначала, что это был, была демонстрация того, что она с детства, значит, терпела антисемитизм. И вот это было демонстрация. Там из контекста это не следует примерно никак. Вообще никак. Это а почему ты говоришь, что это и... вранье? Может, она действительно в детстве испытывала антисемитизм? Нет, вранье то, что это была попытка показать, то, что это была попытка демонстрировать. Не вранье, что она испытывала, а, ну да, а вранье, очень... что она попыталась таким образом вылезти и еще она попыталась вылезти тем что сказала, что это донат вот. ну в случае так называемого вранья чтобы как то это отлезть чтобы как то значит замылить это дело нет ни того ни другого не было это было вранье но я говорю еще раз что это меня волнует в общем в довольно маленькой степени вот. я вообще думаю что ей ну, Впрочем, мне это тоже все равно. гид этот скандал скорее на пользу. Она э, привлечет большое количество зрителей на свой канал, да еще уведет с живого гвоздя. И э, передачу тоже оттуда перетащит, как она сказала, что она будет делать с Кашиным и с, э, этим самым, с Шевченко. Ну, флаг в руки, как говорится. Не знаю, мне все равно кажется, что может быть ты прав, потому что ты знаешь, как ты ее в ну, напряжении долгого слушаешь ее наблюдение долгого времени, поскольку вы работали на одной станции, я ее услышала первый раз. Вот. Смешно, что я узнала об этом из программы Соловьева он об этом говорил, и у Слави уже просто самоцель. Если в ситуации есть Венедиктов, обязательно про нее сказать. И, в общем, говорит он про Венедиктов, а не про Лазерсон. Помехи связи, ну, не знаю. Слушай, да, опять же, я, ну, вот там кто как отреагировал, для меня, для меня тут проблема более системная. Но, опять же, в, как тебе сказать, если считать, что хорошая журналистика это когда ты э, заполняешь довольно бессмысленный болтовню эфир, если считать, что хорошая журналистика это почаще перебивать гостей и сбивать их смысле, если считать, что хорошая журналистика это, э, значит э, э, Раздражать, раздражать ту часть публики, которая привыкла к твоим... Вот просто задача у него – раздражать ту часть публики, которая привыкла к твоим традиционным гостям, ведущим, стилю и так далее. Ну, идти против, против твоего стиля. Это, это может быть частью шоу, это может быть какой-то частью какой-то частью. Опять же, я тут вспомню Даренко, потому что он да раздражал, да, как бы это было перпендикулярно тому, что делал в то время. Эха. Но в том в том и проблема, что он-то делал это талантливо. А, ну здесь, ну, окей. А, послушай, я вам, я еще хочу последнее. Можно скажу, что да? я Абсолютно точно считают этот анекдот неудачным, но меня возмущает а, то, в какой форме люди делают замечания а, человек-журналисту за глупость. Если можно, ну хорошо, не будем называть ее журналисткой, ведущий за глупость. Я считаю, что уровень хейта ⁇ это вот то, что ты как раз сейчас перечислил, хабалисты, все эти люди, которые называли ее животным я не знаю, существом, тупой, овцой. Эти слова про меня тоже проскакивают. Я, кстати, вот в прошлый раз вроде как заступилась за нее, и меня только ленивый тупой не назвал в комментариях у тебя. И я считаю, что этот уровень дискуссии, ну, как бы он вас ставит намного ниже, чем поступок Лизы Лазерсон, вот когда вы начинаете все это исполнять. И, собственно, я после, вот, против вот этого выступаю. Действительно, если есть такая альтернатива, человек сказал глупость, ты просто нажимаешь на кнопочку «выкол», но да, это не токсичная реакция, а то, что я вижу, это травля. Я против травли кого угодно. Да, ну, мы тут с Майклом долгое время спорили, пока работали каждую пятницу, что есть травля и что нет травли. Он считал, что... Общественная реакция не является травлей. Травля это когда на тебя натравливают государственные институты, это когда мощь какой-нибудь системы, в которой ты находишься, обрушивается на тебя. Вот это реальная травля, а так это ну просто. Ну вот сейчас же собираются какие-то петиции, чтобы лишить ее израильского гражданства. Ну, если, если, если реально. Ну, это тоже, это знаешь, это тоже, так сказать, некое общественное мнение. Другое дело, что когда на тебя а, там и а, когда ты не можешь защититься, и на тебя а, обрушивается, значит, мощь там правоохранительных органов, государственного телевидения там, и так далее. А когда люди выражают свое мнение пусть и в жесткой форме, так считал, Майкл. Я-то считаю, на самом деле, что Uh, в общем, как бы сказать. С другой стороны, даже, даже, даже неохота об этом говорить. В том смысле, что ну, у меня все время, если я начинаю об этом говорить, мне кажется, что сбивается прицел. И мы говорим о чем-то не о том немножко. Вот. Okay. Меня, не, меня не интересует в данном случае Лиза Лазерсон. Тут все пишут, что я, я тоже значит, присоединился к травле. И что она вообще не должна быть в перекрестии нашего прицела и интереса. Потому что, ну это, ну, это просто функция, вот в данном случае. Надо просто посмотреть, откуда она взялась, как 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 вообще а, и это это абсолютно закономерно, что к этому пришло. Но опять же, тем более, что это дело не мое, а соседнего канала ради бога. Ну, Канал привет. Но она вроде да. сказала, что она не врет на него. Может быть, не знаю. А, так. Uh, поехали дальше. У нас uh, можем дальше продолжить, если будут вопросы какие-то уточняющие. Я видел, что были вопросы в донатах. Ну, раз uh, мы один медиасрач uh, про с тобой изучили, то можно и другой изучить. Uh, это uh, фильм про Абрамовича, который вышел на. Что? Ну, потому что я, я, я просто смотрела вчера и ругалась на тебя про, си, про себя, потому что мало того, что я фантастических тварей должна смотреть, то ищите этого Абрамовича, который, честно говоря, качеством ничем не лучше-то был того, что я обычно смотрю. Какая-то заказуха... Настя, да, давай, просто... давай, да. давай, прости, 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 пожалуйста, я просто кратко скажу, что для тех, кто, может быть, не слышал, не видел, не знает. На «Медузе» всеми нами уважаемые, любимые, обожаемые вышел фильм документальный студия Амурские волны про такой ну что ли документальный байопик про Абрамовича о том как вот он с детства и чем он закончился сейчас и в общем там об этом рассказывается и, и родился скандал потому что Мария Певчик в твиттере Роман Баданин по в фейсбуке я не помню где, где там еще и кроме того этот самый как он называется Константин Сонин и Максим Миронов и многие другие, они выразили, ну, мягко говоря, недоумение и подозрение, что, возможно, фильм был проплачен, потому что он больше там похож по их мнению, на какой-то рекламный ролик и не отражает многих важных черт и многих важных пунктов. Многие важные пункты биографии опущены, и получается такой чуть ли не герой. Вот, собственно, содержание. Извини, пожалуйста. Да, ну, мне, собственно, и добавить нечего. Действительно, самое интересное пропущено. Они как-то так очень изящно перескочили с того момента, когда он был в этом кооперативе, и как только он стал в Петрол Трансе, как назывался Петрол Транс, не помню уже, но, в общем, перескочено самое интересное. Вот, то есть там, там еще как-то очень сказано, что вот в 90-е ко всем приходили бандиты и ракетиры. Там не сказано, какие бандиты и ракетиры приходили к Абрамовичу, и как он решал этот вопрос, и как так получилось, что у него появились все эти, значит, могущественные друзья, и как они это сделали. Но меня, во-первых, больше всего... Я, я, человек, единственное, что вы понимали, вещь, которая мне интересна в этом мире, это музыка. То есть музыка там совершенно провальная, какой-то топерский, вот этот вот фортепиано, я не знаю, как будто они про радио, какой-то радиошансон когда ты заключаешь фильм, который называется «Коллекция Романа Абрамовича», ты как-то предполагаешь, что там будет про коллекцию Романа Абрамовича, про которую сейчас все говорят, про там, всех этих художников, про это вообще ни слова там нет. Зато там есть какой-то... В нет, есть, в конце. Чуть-чуть, ну там, а вон, там час-час, час, если ты слушаешь это, а не смотришь, ты не узнаешь. Об этом, час длится фильм, вы прикалываетесь, час длится фильм, и там что-то там минута какая-то. Но главное, что почему остается ощущение проплаченности? Потому что... Какая-то, значит, эволюция. Да, действительно, что-то там было темное, но мы не будем уточнять, что в прошлом. Но сейчас он против войны, он эволюционировал, он, значит, такой секой. Но больше всего мне понравилось, что вот они говорят про человека, они даже сами в самом начале отмечают, что вы не представляете, сколько денег у Абрамовича, потому что это невозможно себе представить. Вот я нолики убрала, представила, а вы даже не заметили, хотя заметили, если честно, все, но неважно. И вдруг в конце она говорит, когда мы говорим про Абрамовича, мы в гораздо большей степени говорим про себя. Это что за вывод вообще? Откуда он взялся? То есть она говорит про человека, который, ну, в лучшем случае встречается один на 10 миллионов людей на планете. Мы не можем, даже если захотим, представить себя на его месте, почему мы говорим про себя? Мы что все, извините, кошельки Путина, что ли, тут? Извините, что мне сказала лишь... она, я не помню, как ее зовут. Прости, пожалуйста, я просто добавлю к этому меня там просто вышиб эпизод просто по... Как тебе сказать? Я когда что-то не понимаю, у меня есть проблема. Я когда что-то не понимаю, мне очень трудно двигаться дальше, пока я не пойму, вот что. Что-то я изучаю. Мне поэтому было сложно вот в школе, в институте. Если я не мог решить какую-то задачку или не понимал, то я вот дальше двинуться не мог. Просто пропустить, отпустить это и как бы потом... Не, не получалось. Вот. И сейчас у меня такая же история. И там, помнишь, Эпизод про рубль. Есть эпизод про коллекционный рубль Абрамовича, значит, который это советский железный рубль, на котором изображен знак атома. Вот этот вот стоит. И да, да, что якобы, это семитский знак. Да, его изъяли из обращения быстро. Сначала ввели, а потом изъяли, потому что вот этот знак атома был похож на шестиконечную звезду, на звезду Давида а у Абрамовича такой есть. И дальше следует вывод. Это показывает, что в деньгах важны там не только количество, что ли, но и форма. Ну, как так? Смысл, смысл примерно такой, что вот не, не просто деньги, как мы себе представляем, но и, но и форма. А я, в общем, не очень понял, при чем здесь рубль, при чем здесь коллекционирование Абрамовича, как это? И я сидел, я, я перематывал несколько раз вот, это вот, вот этот момент, чтобы еще раз, еще раз, еще раз. Ни я раз так тварей смотрю. Блин, ну я тупой, наверное. Вообще ничего не понятно. И я понимаю, что это, скорее всего, был, ну какой-то какая-то красивость просто. Она вообще на понимание не была рассчитана. Вот, ты, Санек, просто не туда пришел. Надо, ну, посмотреть, как... Ну, такой словесный фильм. Там было невероятное фильм. количество в целом воды. То есть это было какое-то, вроде она все время говорила. Извини, как зовут журналистка? Мне неудобно, что я сегодня говорю, она это какое-то хамство. Наоборот, я сегодня один говорю. Нет, как зовут журналистку, которая сделала фильм? А, как Зобнина ее фамилия? Вот, госпожа Зобнина вроде все время на протяжении фильма говорила и очень так, ну, как бы бойко. А осталось такое впечатление, что, она, что ты не можешь повторить, что ты только что услышал, потому что нет смысла. Я тоже... Я, у меня другая проблема, я не могу пересказать. Вот я когда Путина слышу, я не могу пересказать своими словами, что он сказал, потому что он говорит какую-то фигню. Я ни в коем случае не хочу авторку фильма сравнивать с Путиным, но что-то между ними общее есть. Может быть. Может быть. Вообще этот, ну, как сказать, это же это производство «Медузы». Вот я не очень понимаю, «Медузы» уже второй или даже третий фильм выпускает на злобу дня. У них появилось какое-то документальных фильмов объединение. Это так сейчас будет вот каждый месяц выходить такие скомпонованные Слушай, ну, из интернета не, вещи? Нет, но насколько я знаю, Галина Тимченко и Иван Колпаков были генеральными продюсерами фильма. Я, кстати, в общем, не очень себе представляю, что делают генеральные продюсеры, извините. Вот, но, в данном а, случае особенно... Были... Они говорят, что занимались этим свободно от работы время. Вот, и, в общем, это какая-то не основная деятельность. Я, в общем, так и не понял. И на самом деле, конечно, не хватает некоторых пояснений. Значит, продюсер. Как это правильно продюсер? Но ну, в общем, человек, занимавшийся производством фильма Уржанов, он э, выступил с объяснениями. Аж три больших поста. Написал я третий, а Я не могу, это не такие лангриды, их читать невозможно. Да. Просто ну, как в Фейсбуке Дело. люди вешают Абсолютно. такие огромные тексты, кто текст, на ком стоял. Да, да, кто на ком стоял, и все такое. Вот, значит, и я так посмотрел. Я пригласил его в эфир, он сказал, что пока не готов. Ну, вот, э, и, э, насколько я понимаю, Галь Тимченко тоже не комментирует. Ну, вот это как-то, вызов... ну, странно, правда. Ну, вы сделали фильм, вы, наверное, им гордитесь. Как бы, э, почему не поговорить о нем, даже если к нему есть какие-то не очень приятные вопросы. Вот, я убейте не знаю. Ну, окей, э, хозяин барин. Э, странно, Их... может быть, может быть, этим все и объясняется, то, что они делали свободное от работы время, времени свободного нет, поэтому фильм получился такой. Не знаю, может быть, я без Ну, просто это как-то не очень похоже на стиль Тимченко. Так-то если она все-таки очень профессиональная журналисткой. Как-то как, -то, как -то было, вот правда, это как не знаю, открыли Википедию, как-то разукрасили немножечко этот текст и прочитали. Ну, спасибо, конечно. Я даже узнала пару фактов. Я просто никогда подробно об Абрамовиче не читала ничего. Мне, если честно, извините, было не очень интересно про него подробно знать. Не ну, вот смотри, главный, главный вопрос, как мне кажется, который занимает всех, который, в общем, вызвал скандал, это купленный этот фильм или нет. Вот, и мы не знаем, и мы ничего, и мы можем только подозревать, и там, заказуха этот фильм или нет. Если мы говорим заказуху, мы обижаем большой коллектив авторов безосновательно, потому что у нас нет никаких доказательств, кроме тех, что, ну, как-то, в общем, нам казалось, мне казалось, да, вот, мне казалось, что как-то не очень... Принято уже выпускать рекламные ролики такой продолжительности. Они все-таки должны быть поменьше, если это реклама. Ну, если, если он оплатил такое количество это... минут, то ты уже знаешь, как бы, хочешь не хочешь. Мы действительно... Я думаю, что мы это рано или поздно узнаем, потому, потому что такие вещи, ну, как правило, скрываются. Непонятно просто, когда. Но просто такого пошиба среднего я бы на месте Романа Абрамовича, если он за это заплатил, попросил бы денег назад. Это смешно. Если это смешно. Да, ты знаешь еще, мне, ну вот, и, и я сегодня сказал на ключевых событиях, что фильм говно, и, ну а что, ну правда, ну, если уж называть вещи своими именами, так сказать, чисто не обижая никого. Вот, это почему? формулировка. Ну, конечно, обидно. Я, я именно иронизирую. Ну, э, вот, э, конечно, обидно. Но, слушай, это, ну, слушай, это произведение. И у нас у каждого есть свое мнение. Мне кажется, что фильм не ну как, если не нравится слово говно, ну, скажем так, недостаточно. Недостаточно. Ну, это просто очень о, плохая да. журналистская работа. Ты ожидаешь от медузы расследования. Она у тебя ассоциируется со словом расследование. То есть ты предполагаешь, сейчас включишь телевизор и тебе расскажут, как он помогает Путину, куда идут деньги, как они завязаны. И ничего этого нет. Просто ничего этого нет. Ну камон. Ну, они сразу говорят, что это ошибка, что это не было расследование, это вообще байопик и все дела. А байопик, мы понимаем, что это, ну, такой немножко пересказ Википедии. Вот, кстати, ну, э, так сказать, э, и пересказы Википедии бывают хорошие. Посмотрите, например, на фильм «Корона», да? Я не говорю, что э, документальный фильм, значит, э, снятый в нынешних условиях в эмиграции, должен быть уровня э, сериала BBC. Нет, совсем не об этом речь. Я имею в виду, ну, чисто по подходу. Вот. Но, смотри, я, мне кажется, главная проблема на самом деле этого фильма, ну, помимо вот какой-то воды и рублей и всего прочего, мне кажется, главная проблема этого фильма даже не в подборе фактов, а мне кажется, главная проблема в интонации. А интонация там практически отсутствует. Ну, вот там, знаешь, как у мертвого человека вот это вот бывает ровная вот эта линия пульса на, на чем там, на приборе, который его замеряет. Вот. И вот эта ровная абсолютная интонация, просто тупое перечисление фактов, вот, за которые ты даже не Она там теплеет к концу, неправда, она там теплеет к концу, когда она говорит, что Роман Абрамович против войны. У, него, у нее, у нее, действительно такой очень голые факты она дает, 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 а потом в конце у нее вот это вот начинает, что мы думаем про себя. Ну, может. Думаешь, а, знаешь, там просто, про... Пом... Помнишь там историю про покупку, сейчас, сколько... помнишь там по истории -по про -по -по покупку сибнефти, да? Через и, березовскую. Да-да-да. И, она... и она рассказывает вот этот нарратив, и они все факты рассказаны с одной интонацией. И там, значит, а потом, спустя 9 дней, хозяин или кто там, значит, вот этот человек, который там продал, ехал, остановился искупаться в речке, его нашли вот то, с той же интонацией абсолютно. Вот, ну, как бы там, как будто бы, знаешь, вот есть эти самые роботы, которые озвучивают, вот, знаешь, такие вот эти самые. Как, как же его звать? -то? Напомните знаменитый такой. Вот, ну не роботизированный голос, который у них вот такая абсолютно одинаковая интонация. И если А, да, я ну, поняла, про ты, что ты говоришь. Понимаешь, да, вот. роботизированные голоса. Вот и тут тут вот со всей, со всей этой со всей этой такой одинаковой интонацией ты думаешь, блин. И кажд... то есть надо останавливать и понять, это вообще вот ты как Рассказанное оцениваешь со знаком плюс или со знаком Ты как это к этому относишь Причем только что было со знаком плюс, сейчас со знаком минус рассказано, и все абсолютно на одной волне. Это, конечно, а мы просто... точно знаем? Слушай, а мы точно знаем, что этот э, фильм не создала, не создан нейросеть. И это же тогда все объясняет. А, -а, а может быть, может быть, да. И, и интонацию, и как бы и все на свете, и текст такой странный. Ну вот что у нее было там, она же не может сделать нейросеть, не может сделать расследование. Да, да. Может быть, может быть. Кстати, на том можно и порешить. Значит, у нас без 10-11, у нас почти 8 тысяч человек смотрит. Можно поставить лайки, еще добавить нам зрителей. Сколько нас смотрят? Почти 8 тысяч людей сейчас. Ой, как это все волнительно, конечно, боже мой. А это потом еще будет где-то висеть, и можно будет это пересмотреть. Безу безусловно, конечно. Okay. Люся много нового узнает сегодня о стримах и обо всем остальном. Давай сдадим, хотим... давай, давай сдадим меня по полной и скажем, что я сегодня узнала фамилию Соловей. Вообще, первый раз услышала ее. Я знаю, что ты хотел вообще. представить, что у меня какая-то есть по этому поводу знания, но я все время, я такой человек, я все время сама экспертизм. себя закладываю. Да. Не, не знал, кто это. Говорят, он у вас прям вообще второй после Путина, ребят. Что я э, сейчас что-то, да? Что да? Э, не, я просто иногда, я, я давно, давно не видел, но это, конечно, объясняется не только твоим присутствием здесь, но и темами типа, значит, Лизы. Ну, Абрамович меньше волнует людей, чем Лиза Лазарсон в нашем чате. Я вот, их прекрасно э, понимаю. Я, я, иногда, я иногда задерживаюсь на э, чате, и так э, главное не, не это, не среагировать, потому что это, конечно, бывает. Все на свете хорошо. Так вот, действительно, Люся не знала о существовании Валерия Дмитриевича Соловья. Вы будете удивлены, но это так. И пришлось сегодня довольно, ну как, как отбрифинговать. Да, отбрифинговать. Значит, и, про, и про Соловья, и про его предсказания, и про смерть Путина, и про генерал СВР, и про все остальное. Но теперь Люся знает. Она быстро схватывает. Ну, так мы вот. живем. Давай обсудим да. самую главную тему. Можно уже по, по часам? Можно уже обсуждать можно. самую мою любимую тему? Можно что-нибудь, ну, можно что-нибудь посерьезнее, да? Давай, давай посерьезнее. Итак, итак, мы уже, кстати, между прочим, более суток, согласно генералу СВР, живем без Путина. Россия без Путина целых целые сутки, даже больше. Вот и что-то никак не почувствовалось абсолютно нет дело не в этом дело не в этом я вот когда то мне сказала что умер путин я начала думать о чем о том есть вообще такое же понятие техника желания я не хочу сейчас показаться какой то там блиновской да но есть такая техника что ты это касается каких то обстоятельств которые тебе мешают ты как бы вот желаешь, чтобы они исчезли, и как-то действуешь, как будто это уже произошло. Вот это и называется, собственно, словом «отпускать желание», что ты как будто уже существуешь в парадигме, как будто это случилось. И я представил себе, вот мое желание, чтобы Путин умер. Он умирает. Что я делаю в первый день? Того, что я не могу сделать, пока он жив. Я не пью там, ну, то есть, чтобы напиться, я не пью. Ну, может быть, я выпью, да, ради такого случая. Но вот что такое глобальное, идеологическое, что я не могу сделать сейчас, пока он жив, и смогу сделать, когда он умрет? Каким вообще будет наш первый день после его смерти? Я об этом думала весь день. Все, что мне приходило в голову, я спокойно могу сделать сейчас, и я не, даже не смогла себе ответить на вопрос. Мы, вот людям в Москве, вот если я была бы в Москве, например, я бы сразу поняла, что делать. Я бы пошла на улицу и со всеми гуляла бы и орала, там прыгала, я не знаю, вот это все. А вот когда ты. ты уже с границей... бегай хоть до самого утра. Ну, то есть, да, хотя я вот не знаю, будут ли народные гуляния, когда он. А гуляния-то были сегодня? Чего-то -то пока нет. Нет, вместо гуляния пока некое брожение в соцсетях, в основном в чатах, вот вроде нашего, который сопровождает нашу трансляцию. Брожение, но как-то успокоились. Ты знаешь, я смотрю, к вечеру уже вот эти вопросы, о а чем, Путин жив, это, в смысле, Путин умер, или там посмотрю на ваши лица, когда Соловей окажется прав. Что-то как-то подуспокоилось уже. Чё? Боже, а я самый. Я так хочу, чтобы он оказался прав. Вот ты э, сказал мне сегодня про этого человека, я же его сразу полюбила просто. Вот он один из моих теперь любимых я персонажей. Я тоже очень люблю я, Люди, я, я просто, я просто задаюсь вопрос, как изменится вот моя жизнь, что я сделаю? Куплю билет, когда я вот наконец встану, открою газету вижу эти два заветных слова. Что я сделаю э, на этот день? Куплю билет домой вряд ли включу Рамонов, буду прыгать по квартире, трясти головой, я сейчас могу это сделать. Что я буду сделать из того, что... Это очень хороший вопрос. Я бы хотела, чтобы и зрители на него ответили. Что вы, что вы сделаете такого после смерти Путина, что вы не можете сделать сейчас? Вот ты можешь ответить на вопрос этот? Ну, я поеду домой, как только станет возможно. Вот. Ну а, да, вот ну, у тебя вот. видишь... Да. Должно, должно еще явно пройти какое-то время после смерти Путина. И, возможно, это вообще не получится. То есть смерть не повлияет. Вот. Или повлияет, но не очень скоро. Но очевидно, что положит. Откроет, возможно, откроет возможность. Откроет, воз, откроет окно возможности для окна возможности. Вот так. То есть, видишь, твоя. То есть ты тоже сразу билет себе не побежишь покупать-то домой-то? Потому что не факт, что после смерти Путина к иноагентам будет какое-то другое отношение, чем при нем. То есть, Слушай, это что, правда да. получается, что если он умрет, это нифига не изменишь, что ли? Я не могу понять. Ну, изменит просто далеко не сразу. Ну, потому что, видишь, те, кто исполняют законы, тут дело даже не на агентах, ну, хорошо. Вот те, кто исполняют законы, они же не ориентируются на то, жив ли Путин или нет. Они ориентируются на должностную инструкцию и вот те, ту применительную, правоприменительную практику, например, к которой они привыкли. А смерть Путина, на нее никак ровно что-то не влияет. На нее влияет то, что отменили практику или не отменили. Вот, то, то есть смерть Путина влияет, опосредованно, но непосредственного влияния вот то, что Путин умер и все плохое умерло вместе с ним сразу. Нет, такого не происходит. О чем, кстати, говорит Валерий Дмитриевич Соловей. Он говорит, что да, умер, но это маленькая дырочка просто, это еще маленькая. А он дырочка. не уточняет, он не дырочки. уточняет, когда после дырочки, ну, как, когда уже начнется нормальная жизнь? Нет, там уточнения, сколько ждать? Потому что можно скоро, тогда переформулировать скоро. желание. Скоро. Скоро э, это произойдет, и скоро события пойдут быстро, можно даже сказать, стремительно. Цитирую дословно, я вчера... Вот, кстати, вот кто умеет невероятно излагать, так это Валерий Дмитриевич Славей. И э, сразу запоминаешь фразы, которые он говорил, «Победа будет за нами». Вот, я очень-очень надежду большую, в, так сказать, вложил. Нет, я решила, что я буду относиться к этому как к сбывшемуся желанию, для меня это все произошло, я не знаю, кто как думает, для меня вот все, как бы сейчас, значит, пока мы будем, единственное, мне, вот я переживаю за двойника, мне жалко двойника, я не знаю, как кому, мне жалко, что придется потом, через какое-то время, когда уже нельзя будет скрывать смерть Путина, придется убивать двойника, двойник абсолютно да, а то еще, знаешь, а может быть, еще и ни одного придется убить, мало ли там чего. Надо как-то, ну, хотя бы приложить силы, чтобы не, умирали, не умирал двойник. Особенно если еще Василича убьют, это совсем будет обидно. А мы, не понимаем, ну, а мы не понимаем, кто из них Василич, да? То есть у нас как бы есть Василич, но мы не понимаем, который из них Василич. Да, и является, и вот, например, Василич и Банкетный, они различаются или нет? Или Василич и Удмурт? Вот, банкетный Удмурт. Удмурт явно отличается от всех. всех. Подожди, когда ты говоришь Удмурт, я сразу понимаю, о каком Путине ты говоришь. Да, Мне кажется, все понимают. Это не Васильевич. А Удмурт это не Васильевич, точно. Хорошо, да. То есть, по меньшей мере, здесь мы вычислили 100%. Ну да, если они похоронят Удмурта, это будет супер палево, потому что мы сразу поймем, что это Удмурт, и придется им сразу расплачиваться. Так они еще какое-то там время могут потянуть, но не знаю. А Словек где живет? В Москве, в том и дело. Все, он, он определенно my personal hero. То есть это, это уровень, вот это уровень. И за ним никто не приходит бояться, да? Да, да. Но ты знаешь, есть несколько теорий по этому поводу, самых разных. И вот одна из них, одна из них гласит, что он тайный агент Кремля. И э, он нарочно э, он нарочно вот все эти идеи про двойников Путина, про то, что Путин умрет, про то, что Путин умер, и так далее он нарочно рассеивает среди народа, сеет в нем сомнения. Э, даже не с то, что сомнения, а то, что. Как бы народ э, не идет э, совершать какие-то другие поступки, не знаю, то ли там донатить кому-нибудь, то ли, э, значит, протестовать, то ли еще что-нибудь, я не знаю. Вот. А идет вместо этого э, слушать Соловей, а Соловей говорит, скоро он умрет. Ну а что, зачем? Как, как, как говорится, что возиться раз жизнь осудит? Вот. что собственно, напрягаться-то, раз он все равно умрет? Вот. А было когда-нибудь, ну, что он что-то предсказывал и не что? сбывалось? У, у Соловья? Да. У него сбылось как минимум два предсказания. Курников в нашем совместном эфире вспоминал еще несколько. Но одно предсказание это давнее насчет того, что вместо Путина будет Медведев, ну, в свое время, когда после первых двух срок. Вот. А второе это про начало, начало полномасштабного вторжения. Вот. Подожди, я правильно понимаю, что... Он предсказал, что после Путина будет Путиным премьер министр Он же премьер-министр был, он же был первым после Путина, или я что-то путаю? Нет, смотри, было два срока Путина, потом был срок Медведева. Но когда подходил к концу второй срок Путина, никто не знал, кто будет вместо него. Правильно, но, И, но на тот Славян... момент Медведев был э, э, кем? Премьер-министром же? Медведев был первым вице-премьером, их было два. Медведев и Иванов. И между ними там некоторое время значит, шла, шла даже конкуренция. Но еще до этой конкуренции, значит, сказал этот самый Соловей, что будет Медведев. Вот в чем там дело. А второй раз? А второй раз... Да, тут пишут, что войну он предсказал. Может быть. А второй раз это начало полномасштабного вторжения в Украину в марте прошлого года. Слушай, а я один раз в Москве встретила человека на улице. Он был в лаптях, такой странный, у него были длинные волосы, в районе Новослободской. И он мне так. за полгода до войны с Украиной сказал, что будет война с Украиной. Я, конечно, посмеялась в голос, то, мне кажется, полстраны на это смеялась в голос. Никто не мог поверить, что произойдет такая фигня. И а, я его потом нашла после войны и сказала: так, а дальше что будет? И он мне ответил, что дальше будет. Война будет длиться три года, а потом будет война с Китаем. А как выглядит Словей? Может, это он был нет вряд ли, вряд ли он не ходит в лаптях Знаете? нет в лаптях точно не ходит да а, вот конечно вижу, в феврале не в марте прошу. в феврале есть, вторжение разумеется вот а, ну ты пока погугли как выглядит Валерий Слай. вообще классно да вот вообще потрясающе точно, а не просто кажется, что это он вообще не просто провести стрим с человеком, который не знает Соловея, но и просто вообще его встретить, по большому счету, на нашем жизненном пути. А мне он, видите, а как. Как его зовут, а, Соловей? Как? Валерий? Валерий? Валерий Дмитриевич, да. Внимание, следственный эксперимент. Разблокировано воспоминание, так сказать. Ну, нет, не так, конечно, он выглядел как тот. Никогда бы я не подумал. У него даже бороды нет. Он вообще не выглядит как э, старец. Я думал, что он выглядит как Гендельф. Мне кажется, ты встретил Колдуна Кулебякина. Был еще такой, в общем, персонаж. Вот ты помнишь Колдуна Кулебякина? Ты должна помнить. Ты давно работаешь с ним. Боже мой, это человек, который звонил на все радиостанции и говорил какую-то фигню. Это ж. Ну, а ты знаешь, нет. что он реально существует и выглядит примерно так, как ты описала это. На Генделеву похож. Ну что-то вроде да, да, да. да, да. Ну, На а Генделеву похож или... всего похож uh, Вильфанд, конечно. Ты ты пока по uh, ты мне кажется путаешь с Гельфандом, с Гельфандом. Да, буду вот. с Гельфандом. А, да. Кстати, очень многие да, слушатели, но... зрители думают, что я не запоминаю фамилии, потому что, ну, какая-то уже есть у них версия. Я на самом деле, у меня кондиция, мне надо таблеточки попить, я правда не запоминаю имена. Я обещаю, что я пройду и начну пить ежовик. Мне сказали, что это мне поможет. Пос, послушай, сейчас что-то... А, по погугли, как, как выглядит колдун Кулебекин, может быть, это был он. Я-то его просто встречал несколько раз вживую, вот поэтому... А, так сказать. А, вот тут пишут, я работал с, рядом с офисом Кулебякина на Малой Дмитровке, он существует. А, так а, от Новослободской рукой подать буквально. Так что я думаю, что все это, все это так сказать, взаимосвязано. Все это оно и есть. А, вот. Я не буду гуглить Кулебякина, мне хватит сегодня твоего славья. Хорош. Окей, как скажешь. Немножко. А, одно, одно, одно лицо в день давай. Да, все -таки... да, тут э, нам поступил донат, пишут, обсудите операцию в ГАЗе. Я просто напомню, что в 23.30 мы ждем включения Михаила Гуревича и уж обсудим не э, с наших вообще доморочных позиций, а собственно с места событий, так сказать. А вторая теория, там просто мне говорят, что я сказал, что существует как минимум две теории, их действительно больше. Вторая теория заключается в том, что ну, Валерий Соловей обеспечил себе неприкосновенность в Москве как раз именно этим. Ну, как раз именно тем, что вот он говорит о Путине, там неважно, правда это или нет, что он говорит о Путине вот такие штуки. Потому что если, допустим, попытаться арестовать Валерия Соловья, то люди начнут как бы ну, думать, что он-то прав, наверное, что царь-то не настоящий, что царя-то подменили. Что-то это как-то вот. не сработало с Навальным, знаешь, какая-то странная Нет, что -то нет. Тогда Навальный Ну, подожди, Наваль... Навальный... Навальный, не... Навальный не говорил, что что-то с Путиным не так. Навальный не говорил, что Путин умер или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Навальный просто боролся против Путина. Это в российской, так сказать, политической традиции действительно смертный грех, как бы и значит он, соответственно, не, ну, все логично, с словом немножко не так, потому что да еще и момент такой, понимаешь, как бы когда травили или там арестовывали нормального, вся Пропутинская часть была в этом смысле монолитная. Они все были за то, чтобы его как можно скорее изничтожить. Это же было очевидно. У них не было никаких споров по этому поводу, что как-то не надо применять такие средства, что или там сажали, когда уж не надо сажать. Все они были за посадку. И они были в этом плане монолитны. С Соловьем, я думаю, что есть. Но ну, некоторые разногласия, как минимум. Потому что э, сейчас э, Владимиром Путиным одна часть вот этого его пропутинского большинства или там как меньшинства, я не знаю как там на самом деле, недовольна. Потому что он плохо, по ее мнению, воюет в Украине. Некоторых из этих людей даже посадили. Стрелков, например. Вот. А, соответственно, э, проблема в том, что посадка славя, возможно, и, она может влиять на, ну вообще, любые репрессии против славя она может влиять на лояльную Путину часть. Вот в чем дело. Как, ну, нет, не как я думаю, это как, ну, так, так вторая теория это объясняет. Вот. Скажем так. Слушай, как... А, э, и вы... Ну, ты меня сейчас провоцируешь на то, чтобы я стал мечтать, чтобы человека арестовали. Это, конечно, замечательная тема. Я сейчас, ну, как бы новая, нет, новая нет, цель, новое нет, желание. Не-не-не, не хотелось просто... бы. Против любого ареста и вообще любых репрессий, и в том числе в отношении Валерия Соловья. Вообще, я думаю, что он абсолютно гениальный э, политический шоумен. Я всегда это говорил, в том числе мы с ним это обсуждали. Э, гениальный политический шоумен, и э, он же преподавал медиа-манипулирование. Ну, мне кажется, что он прям буквально нам демонстрирует это медиа-манипулирование в блистательной совершенно форме абсолютно. А мы все манипулируем и манипулируемся. Вот не, не могу поддержать этот разговор, потому что ни разу не видел его в деле. Да, как бы ни разу не может быть, он дико харизматичный. Выглядит он достаточно обычно. Но если он с такой кредит доверия собрал. Другой вопрос, что наш народ э, дает кредит доверия очень многим недостойным людям. Мне просто нужно побольше о нем узнать, я так не могу. Но, но конечно, я, я сразу вот после этой первой же новости о нем очень хочу ему верить. Мне кажется, что да, может Ой. быть, мы не сразу... Я, 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 сразу. Очень, я, я очень считаю, извините, что я считаю, что очень важно вот. задать себе вопрос э, и, возможно, начинать... Э, Возможно, представить себе, что да, это наше желание исполнилось, умер умер Путин. Давайте придумаем, что мы будем делать дальше, а то мы так э, так так неистово этого хотим, что мы, по-моему, не понимаем, а что мы дальше будем делать? Может, нам как бы существовать какой-то парадигме, как будто он он уже. Это неплохая неплохая, кстати, тренировка. Ну, как бы это это неплохо, что подумать о том, что будет послезавтра, что ты будешь делать послезавтра. Я, я, честно говоря, думал, что Люся, что тебя тут проклянут за незнание Соловья, а так просто, ну некоторые люди, которые в общем, ну просто не догоняют немножко, вот да, довольно вяло как на это реагируют, а так, но, ну, конечно, вот я обожаю вот как раз эту, как это сказать, эту способность оставаться к вот этим медиа манипуляциям абсолютно Глухим, но в каком смысле? А слушай, тебя же ну это, это же нормально, не... что я их не знала. У меня профиль, вот, музыка, абсолютно. то есть всю, вся вот. моя жизнь — это как бы я, я причем. У меня просто был большой перерыв. Я в 2000 в каком же это году было, может быть, в семнадцатом, решила, что я э, буду заниматься только музыкой, мы закрыли перемотку, я просто не помню точный год, но, по-моему, 2017-й. До этого я перематывала только «Серебряный дождь», поэтому я знала, что происходит только в эфире «Серебряного дождя», но, может, я делала по каким-то событиям дабл-чек, но Венедиктов, между прочим, когда-то меня научил, что если хочешь знать правду, читай... Одно русское, одно э, западноевропейское, одно восточное СМИ. Я так и делаю. Я всегда смотрю Медузу, э, Аль-Джазиру и... Э, как еще? Кто еще? BBC. Вот. То есть, ну там ничего Я, не так, было Как себе набор, честно говоря. Это к Венедиктовому вопрос. А, в общем, и, и, не, я... Не, а причем тут не... Венедикт? Венедиктов не называл марки, так сказать. Вот здесь выступили а адвокатом что... Венедиктова. Нет, я считаю, что это отличный набор, потому что, правда, это абсолютно лоббированные разными силами средств массовой информации и Правда, находится где-то посередине. Правда, последние три года мне вообще не удается понять, где это посередине. У, честно, тебя, у, тебя сейчас, у тебя сейчас, например, были вот, у тебя все три СМИ перечислены, которые обвиняют в антиизраильской... Все три, включая медузу. Медузу тоже... Медузу обвиняют в антиизраильском подходе? Медузу, медузу, да, именно медузу, да. А, вот, есть такое давно, причем, да еще до этого конфликта. Вот. Слушай, я, я вот этого, я этого, я ни этого разу не фанат это Медузы, не... но это неправда. В том и дело, я, это, я этого не замечаю, вот. но друзья, которые живут в Израиле, прямо ужасно недовольны Медузой и в этом конфликте тоже. Значит, но бог с ней, даже с Медузой, выведем ее за скобки в данном случае, но, но Аль-Джазира все, все понятно сразу, да, окей. В том-то и дело, да, для... про Аль-Джазиру я спорю что BBC Пугает. тоже, си тоже обвиняется в антисемитской позиции. Именно. Ну, Люсь, ты все пропустила. Ну, это смешно, а... слушай, это смешно. Я читаю их каждый день, это прям ну, вот смешно. Слушай. Но, а, Люсь. ну подожди, да критика, ты... критика, критика силы Израиля просто автоматически считается антисемитизмом. Я же забыл, да, но ну, ну, с, с этой точки зрения... Нет. Конечно. Нет, ну нет, Люсь, нет, а ты не права сейчас. Ты не права сейчас, потому что была история с больницей, которую, я не знаю, ты пропустила или нет. Но была история с больницей. И, Ты хочешь сказать, а, что, что они с... нарочно это сделали, а не потому, что они просто лажанули? Я хочу сказать, что они изначально подходили. они не, они, конечно же, лажанули. Первое. Второе – это то, что они изначально подходили со смещенным, со смещенным, как бы с смещенным прицелом, условно говоря, с смещенным градусом. Конечно, они гораздо были более пропалестинские, чем э, произраильские. Они э, не были произраильские, но были пропалестинские, безусловно. BBC в этом э, в, вот в нынешнем. Э, есть куча статей, куча обсуждений уже по этому поводу э, людей, которые... Э, shame on you, BBC, э, наз, название, название публикации от э, ну, серьезных от серьезных людей, наблюдателей, журналистов. Маша Слоним у меня выступала в эфире, значит, сотрудница BBC, вот, бывшая, в смысле, много лет работала. Странно, работающая. мне просто то, что они... это такая журналистская то, огромная что они... журналистская лажа, но никакая не то, что они сделали, то, что они сделали сейчас, это не, ну они подожди, я не думаю, но Прости меня, в нашей работе, в общем, не так важно, это было, значит, по недосмотру или okay, специально. Окей, да, а, хорошо. Потому что, ну, как бы, э, это BBC тут не, 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 не одиноки, надо сказать, но э, забавно, что ты приводишь именно их, и именно их называют, ну, как символ вот, этой, э, вот э, э, этого подхода непрофессионального. Вот их прямо вот именно, когда хотят э, сказать про дефамацию э, сейчас в этом конфликте, когда хотят про антиизраильский подход сказать, про про палестинский что подход. Надо понимать, что же, про, про BBC, кстати вы... говоря, когда я когда я работал на их Москвы, BBC были очень даже. Мать. Не, не знаю, ты когда, вот, давай расскажи людям просто, когда ты ушла с их Москвы, просто вот чтобы было я понятно. Я ушла что с их Москвы произошло. в девяносто восьмом году. Боже, там 7 лет. Возьму году. 25 лет. А подожди, назад, но просто. Да? Нет, подожди, но я просто а 20, про это 40, говорю. Что... 25 лет назад, окей. Okay. Ну, не 25 лет назад, нет. Но я согласна, что с больницей это, конечно, был полный провал. я так привыкла к тому, что современные журналисты дико непрофессиональные, и ну ладно, не будем переходить на личности, но просто все очень непрофессиональные, никто ничего не проверяет, все лоббируются кем-то. Мне казалось, что. Условно говоря, я беру вот этих трех. А, естественно, я читаю пропаганд... всегда читала пропагандистские какие-то медиа, тоже одно какое-то, чтобы понимать, вот где, чтобы максимально разброс был, да, как бы интересно, потому что я понимаю, что все эти СМИ, которые я перечислила, они, конечно, лоббируются сверху. И BBC, и Аль Джазира, ну и вот, оказывается, и Медуза, судя по фильму Абрамовича тоже. Uh, и я нарочно я, я понимаю это, пытался определить какую-то серединную правду, которая ну я просто не понимаю, как в современном мире, читая журналистские статьи, можно понять, где правда. Потому что мне кажется, что ты вот так смеешься 25 лет назад. Получается, что журналистика не эволюционирует, а деградирует. Потому что 25 лет назад Конечно. выбор того, что почитать с какими-то там комментариями вообще развернутыми, понять, что происходит, было гораздо лучше, гораздо проще, чем сейчас. Сейчас практически невозможно. Люсь, а между прочим, так и есть. Так и есть. Мы за 25 лет наблюдаем фантастическую деградацию э, СМИ, прежде всего СМИ мировых, которые отходят от собственных стандартов, э, которые подвержены э, влиянию общественных настроений, э, которые, э, ну, э, реально, э, как бы э, немножечко забывают, как как э, как работать. Это так и есть. Ты все правильно говоришь, молодец. Как мне кажется, я с тобой Ну, согласен. Я к тому, что нельзя меня обвинять в том, что я э, читаю много всяких противоположных вещей, чтобы, ну, чтобы примерно понимать, где. А так, если мы говорим про Израиль и Палестину, например, вот у меня есть друзья очень близкие в Израиле. И безумно близкие есть друзья в Палестине, которые сейчас приехали, уехали из Палестины, находятся в Москве. Я пытаюсь всех понять. И я тоже пытаюсь найти какую-то вот золотую середину между этим, она не находится, потому что это противоположные какие-то идеологические платформы, которые отказываются договариваться и отказываются находить какие-то общие точки. И я, честно, не понимаю, что делать, что думать, поэтому я тебя попросила даже, что меня можно про Израиль не спрашивать, потому что у меня просто голова разваливается. И, в принципе, голова разваливается у меня каждый раз, когда происходит какая-то общемировая фигня, потому что никто не говорит мне правды ну, решительно никто. И как можно, ну, с больницей просто это было вопиюще. И мне просто показалось, что это просто показывает, если BBC делает такой факап, то что мне спрашивают с Медузы? Это, это глупо даже, наверное, спрашивают что-то медузи при таком контексте журналистики. А, ну, к большому сожалению, как мне кажется, как мне видится, но я тоже не претендую на объективность, к большому сожалению, а, вот то самое медиа манипулирование, о котором мы говорили в контексте там Путина и Соловья, но если там мы скорее да, скорее прикалывались и а, скорее обстебывали всю эту историю, то здесь довольно серьезная штука, и вот это самое медиа манипулирование, оно за те 25 лет, которые ты, значит, которые ты пробыла без их Москвы, вот, оно действительно сильно изменилось, действительно сильно изменилось, и медиа-манипулирование, оно стало невероятно сильным, ну, Почему? почему? Как... Я вот понимаю, почему оно изменилось в России, да, как бы объективно пришли люди в Москву, закрыли НТВ, все понятно, закрыли, закрывали все, что да. можно было закрыть. Почему оно изменилось в Великобритании? Кто там что закрывал? Что произошло? Да, я тебе объясню, слушай, я тебе вот легко, охотно объясню там менялось общество как мне кажется опять же я смотрю со стороны и там менялось общество об этом довольно сейчас я тебе скажу довольно прикольно написал федор крашенинников я сегодня его цитировал на самом деле на ключевых событиях вот. и я сейчас найду секундочку Он Есть. пишет, Люси, медуза Мы антисемитская, можем. но я честно не замечал этого, и я так вам на слово то не поверю, ну, мне того, нужно того, все что равно. Теперь... Не в Израиле живет. В общем, в общем по, как, те люди, которые живут в Израиле, у них другая оптика, как ты понимаешь. Вот, значит, и я тебе расскажу, значит, в чем. А, а ты считаешь, что, что она более значит, объективная? Чем? Чем наш с тобой? Прости, не понял вопроса. Задай как-нибудь законченный. Может ли человек, который находится прямо сейчас и живет под воздушную тревогу, объективно говорить про израильский-палестинский конфликт? А, да. Окей. Мне кажется, что он да, сейчас мог... находится на взводе. Может, и, может, и, ли, наверное... может, может, да, может ли Украинец, живущий под бомбами, объективно говорить про значит, войну России в Украине? Да. Может. Мог ли советский человек, живущий под бомбами Гитлера, объективно говорить про значит, войну с вашей Германией? Ну, то есть ты считаешь, что эмоционального накала, когда ты живешь в таком аду, у человека нет? Ты, ну, я просто, чтобы понимать до конца. Мне кажется, Нет, что есть, они но... в аду, и они Он... очень эмоционально говорят, давайте, там, не знаю, замочим всех арабов, я не знаю, ну вот это все. Они же эмоционально это все говорят, они же, если бы было какое-то другое время, они, наверное, по-другому это как-то сформулировали или что. Я... Мне кажется, надо делать скидку а... на то, что люди заперты Нет, в подожди, ты... Нет, секунду, секунду, ну ты сейчас немного смешиваешь или подменяешь понятие, потому что одно дело, когда твои эмоциональные высказывания, как и убить всех русских, например, у многих тоже бывало, проскакивало у некоторых, да? У людей, я мудрец. именно об этом. Вот, можно, можно так сказать, дел... мы же не об этом говорим, мы говорим об оценке того, как ты пишешь про войну в Украине, объективно или нет, и как ты пишешь про украинский или про российский, или там нейтрально, или там объективно. Может ли человек под бомбами это оценить? Может. Я думаю, да. Ну, мне кажется, он даже лучше мне знает. кажется, чем что мне, он так. очень все воспринимает близко к сердцу и не может. Ну просто я не знаю, я не видела ни одного антисемитского какого-то заявления о, 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 от Медузы. Я давно ее читаю, и у меня на это достаточно. Ну я как у меня по, по маме еврейка, и у меня в общем вроде как должен был радар-то сработать, а он как-то у меня не сработал. Я, мне же говорю, кажется, это... я же тебе говорю? Речь, речь не об антисемитских заявлениях, об освещении конфликта. Вот, ну, опять тоже, не, не... когда те говорят «Медуза антисемитская», не имеют в виду, что они говорят что-то про евреев, ну, плохое, что евреи там какие-то не такие, а говорят о том, что конфликт освещается однобоко, в пользу палестинцев. Вот о чем они говорят. Ну вот. Можно, я просто сейчас открою медузу, чего мы за зря -то тут говорим. Мне кажется, они, во-первых, сами ничего не, не пишут, а просто переводят статьи. Не помню, чтобы у них какие-то там были специальные свои корреспонденты. А, uh, uh, нет, там, там нет, безусловно, речь не, о, не об их репортажах, да. Значит, uh, что, uh, ну, опять же, я хочу сказать, что uh, это не моя оценка про «Медузу». Я, я вот а не, ты что не, думаешь? Не, Хорошо, а ты что думаешь? Uh, я, ты знаешь, ну, как, как не знаю, я, uh, я как раз «Медузу» по израильскому, uh, значит, конфликту особо не читал. Я вот сейчас вспоминаю, uh, что я не оттуда, как правило, черпаю, uh, значит, Свои знания, вот, но э, даже больше из BBC, например, да, чем, чем из Медузы. Просто, ну, Медузы, как так. мне кажется, внутренняя, внутренняя экспертиза гораздо ну, то есть я ориентирован на внутренние новости. Я вот если открыть «Медузу», то я, как правило, не читаю, если сам сайт. Но обычно я читаю это вообще в Телеграм-канале. А если открыть «Медузу» вот так, я дальше первой страницы особенно и не иду. Вот Ну, первого экрана, в смысле. Вот. Поэтому, mm -hmm. а тут... Как бы, как бы так а, вот и критикуют критикуют много медузу именно из русскоязычных сми как раз наши израильские а то что я хотел прочитать из федора крашенинникова это а, смысл в том что а, он говорит что все это время арабские медиа, начиная с катарской Аль-Джазиры, очень активно развивались и формировали новый информационный фон, в котором произраильская позиция, модная 30 лет назад, ну прям 30 лет назад упоминать, ну мы 25, да, модная 25 лет назад, уже не была единственно возможной в глобальных медиа. Причин очень много, и их было бы интересно изучить подробнее. Но в итоге мы пришли к тому, к чему пришли. Опираясь на свои личные убеждения и некритично воспроизводимые ценности 30-летней давности, многие из нас привычно заняли безоговорочно про израильскую позицию, думая, что они тем самым солидаризировались со всеми, с кем нужно. Но э, дело даже не в том, кто какую позицию занял, а в том, как менялся информационный фон. И здесь, ну вот то, что, как мне кажется, опускает Федор, я считаю, что Израиль абсолютно стопроцентно проиграл информационную войну. Более того, он в нее даже особенно и не играл, а арабские медиа и, прежде всего, ну все те, которые поддерживают Палестину, они ее выиграли, они прямо играли на этом. И вот из года в год, то есть их все клиенты, CNN, BBC и прочие, из года в год они шмаляют с территории детского сада ракеты Касам, получают обратно, предъявляют трупы детей и, прикрываясь вот таким образом детьми, значит, завоевывают себе симпатии у э, наивного европейского населения, которому, и, и частично американского, у которого, э, значит, есть угнетаемые палестинцы и израильская военщина. Прям все, как в Советском Союзе, вот было в рассказах в международной панораме. Они просто вот этот нарратив, они э, его воспроизвели на э, европейскую аудиторию, упаковали в приятную европейскому или там американскому глазу оболочку вот этого глобального телеканала. Вот что они сделали. Вот. Собственно говоря, из-за этого изменилось общественное мнение, из-за этого изменились СМИ, потому что СМИ тоже под, под, под это самое подвержены этому самому общественному мнению. Вот. Все. Собственно, так, так и произошло. И поэтому, знаешь, они, а... и поэтому они верят Хамасу безоговорочно и не верят там же было два скриншота, вот, совершенно фантастических у BBC. Это то, что Министерство здравоохранения ГАЗа заявляет о 500 погибших, все, точка. И Израиль говорит, что они не шмаляли по больнице. Мы, к сожалению, в условиях войны не можем этого проверить. Ну, ну, прям, виден подход на лицо, что он разный. Евгений Евгеньевич поддубный, прям. Ну, вот. Вот. Да. да. жалко, слушай, что так все вышло с журналистикой. Да. Не ту, ну, не ту профессию а это, я выбрала, конечно. Это большая Хотя тема. я и особо а, не а занималась, ты, надо, а ты, моей профессией. Ты, ты, да, ты у тебя ты музыкальный журналист, ты воплотила то, что не не смог воплотить я. Вот. Я человек будущего. Я недавно поняла, что я человек будущего, потому что в будущем, к сожалению, путем, наверное, какой-то глобальной катастрофы, мы все придем к тому, что о политике будем думать не так много, как сейчас. Но она будет какая-то как подконтрольная нам, и не будет выходить под контроля, не будет никаких диктаторов, которые говорят, что мы 20 лет сидим и всем пока. И как-то будут интересоваться больше вечными какими-то вещами. Поэтому я, в общем, да, считаю, что это явно какой-то привет из 2035-го. Поехали дальше. Ну вы же все хотите быть... так жить, как я, признайтесь. Вы же все хотите перестать думать о политике. Ты знаешь, я думаю, что нет. Что люди, даже которые говорят это, они, они так не думают, мне кажется. Это, конечно, великая наркота. И кто подсел на нее, довольно с большим трудом избавляется. Вот. И, и я, честно говоря, особенно не вижу. Я видел переходы из аполитичных в... Интересующихся политикой. А вот наоборот, ну не знаю, может быть, я сейчас не вспомню, и может быть, это я выдаю желание. Вот, сказать, как раз я ушла с эхо Москвы в 1998 году, потому что я поняла, что, наверное, можно сказать. В общем, я поняла, что правда нет, даже в таком СМИ, как если ты занимаешься политикой ты не можешь, не можешь, как бы, ты все равно пролоббирован кем-то. И Эхо Москвы было пролоббировано кем-то, и НТВ даже тогдашняя очень хорошая. И никакой правды в этом не было. Для меня очень правда, для меня правда была главным в журналистике. Я вообще не понимаю, зачем заниматься журналистикой, есть там правды, нет. Но это какой-то ксимарон. И я ушла сереб... на Серебряную дождь», да, практически сразу стала делать музыкальные проекты. Я вообще там из музыкальной семьи, поэтому это было все очень органично. И именно поэтому я да, не знал, кто такая Скобеева. Ее же не показывают по Аль-Джазире. А, 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 извините. На Аль-Джазире есть своя Скобеева? Там есть свой Скобеев. А, ну, в. Общем... Хочешь, я тебе его могу да. показать в следующий раз? Это да. Не, ну слушай, там везде свои скобеи, вы там понятно, что на Fox News их больше, чем э, на CNN, но они есть абсолютно на каждом канале. Я могу сделать подборку, если хочешь. Да, как бы у нас с тобой вся жизнь. Они впереди. в принципе, и... они в принципе их можно считать фантастическими тварями легко. Они и телевизионные и фантастические, и, в общем, бистс, как бы и про, э, как сказать, пролоббированные сверху. Заказни, у Спасибо, что, что напоминаете мне, что пора звонить в Израиль. Мы с Мишей перенесли на несколько минут, он просто не успевает домой приехать. Через 10 минут будет, я слежу за этим. Мне Миша напомнит случай, не беспокойтесь. Все Давай хорошо. про Явлинского вот. скажем. Давай, успеем, а потом вернемся к Израилю, и Миша, значит, нас вернет, так сказать, на путь, путь истины. Вот, про Евлинского. Зачем Евлинский ходил в Кремль? Тут надо, тут есть тоже предыстория. Я понял уже, что сегодня надо бэкграундом сопровождать некоторым. Предыстория в чем? Ну, кроме, кроме всей истории, что вообще собой представляет Григорий Евлинский и его взаимоотношения с Кремлем. Помимо этого, вот прямо непосредственно произошедшее на наших глазах. Дело в том, что о том, что Евлинский ходил в Кремль, мы узнали не от Евлинского, многие от Евлинского, но был еще эпизод. Нет, просто был еще эпизод, который далеко не все заметили. И он не получил такого большого распространения. И поэтому очень многие, я вот, например, видел Катя Катрикадзе в Твиттере, спрашивала, а почему Яблоко вообще сообщил, пресс-служба вообще сообщила об этом. Они не могли не сообщить, потому что об этом стало известно не от них. И отрицать это было бы глупо. И они бы выглядели совсем уж какими-то, э, значит, зашкварными. Я уверен, что они бы, будь их воля, конечно, сохранили бы этот э, визит в тайне. Дело в том, что якобы случайно, как бы невзначай, Явлинского в ночи в кремлевских коридорах встретил э, корреспондент-коммерсант Колесников в Кремлевске. Ну вот, ну я якобы случайно... Да. У него все случайно встречается. Да-да, и он рассказал, что вот как будто бы опаздывая, Явлинский прошел мимо него. То есть вся, как бы все что Колесников сказал, это он просто обозначил факт появления там Явлинского. Этого было более чем достаточно. В этом, собственно, и была, так сказать, цель этой публикации. Вот. Ну и раз вопросы пошли, пресс-служба «Яблоко», значит, выдала нам пресс-релиз, что там делал, по ее мнению, Григорий Явлинский. Все, это предыстория. Теперь можно э, обсудить, а, собственно, зачем он туда ходил. Послушай, а мне вот показалось, у меня просто, видишь, память не очень хорошая, а мне показалось, он же был когда-то порядочным человеком, или мне показалось? Вот когда 25 лет назад, тогда вот, когда была другая жизнь, а он же был каким-то очень приятным Нет, подожди, ты, ты, так говоришь, ты так говоришь, Люсь, как будто бы он непорядочный. Ну, подожди. Человек, о чем еще он мог говорить с Путиным, кроме как о выборах? Понятно, что он говорил о выборах и всем соврал. Во-вторых, он же, ну, как бы путинист, просто скрытый. Можно, вот сейчас я думаю... Разве он не подчиняется думаю... Путину? Ты знаешь, я думаю, как, как, как люди э, сейчас, сейчас будут реагировать в другую сторону. Значит, сначала тебя за, критиковали там за Израиль или за Соловья, а теперь, значит, люди будут восхищены твоим э, глубоким уровнем аналитики. Я серьезно, без, без всякого. Потому что, ну, Ну, просто, просто, просто я, Григорий, просто я Явлинского хорошо знаю-то. Я же Явлинского просто неплохо знаю. Да. А, значит, да, вот пишет, ого, сейчас было мощно. Я вот ждал этой реакции, прям вижу, как, как реагирует. Смотри, что, что я тут хочу сказать. Значит, Евлинский же, выступ... тут важно еще, есть еще один нюанс, что Евлинский единственный, как бы, в России сейчас остающийся политик, ну или так позиционирующий себя как единственный остающийся в России политик федерального уровня, да, который официально продвигает антивоенную повестку. Ну, в его понимании В его понимании антивоенная повестка она такая, что все должны остановиться и прекратить огонь, вот сейчас немедленно убивать друг друга, вот все. Собственно, вот она. Ну, Но мы против это войны. Это же для мы... виду делается. Это же нарратив, который согласован с верхами. Мне кажется, он очень плохо отрабатывает. Все эти штуки. Это, это просто очень явно. То есть не надо быть очень умным человеком, чтобы это заметить. Что ты там угораешь? Не, я не угораю. Наоборот, ну ты просто знаешь, как вместо тысячи слов просто вот взяла и отрубила. Ну, как, как. Как мне кажется, как есть, но мне хочется поспорить, что-нибудь а ты прям взяла и гораздо лучше меня все сформулировала. Вот. Извини, пожалуйста. Да, какая-то да короткая получилась. Знаешь, меня, я, я один раз у Евринского, ну помимо того, что я его встречала каждую неделю на их Москвы, я так. делала такой проект уже на «Серебряном дожде» про дружбу народов и объездила все советские республики бывшие. И в том числе, конечно же, Украину. И Явлинский уже из Львова. И там всем задавалось три вопроса, и все, всех, всех всегда предупреждают, что приедет Люси Грин на пять минут, просто пять минут, сразу освобождайте ее, потому что у нее очень много дел, и у вас много дел, собственно говоря. И вот я приезжаю к Явлинскому, три вопроса, три минуты. Он говорил со мной 40 минут. Это было самое сложное интервью, которое я монтировал в этой жизни, потому что там было такое количество воды, просто невероятное. Казалось бы, ты вырос во Львове. Львов – один из самых прекрасных городов на Земле. Про него можно рассказать. Даже я, человек, который не родился во Львове, был там всего три дня в жизни, могу про него говорить буквально весь стрим твой могу на пять с половиной часов забить рассказами о Львове. А он просто какой-то вот он… У него не получается говорить… На тем, на, о теме, которые спрашивают, он постоянно растекается. Я не очень люблю таких. Ну, я сомневаюсь, что именно это свидетельствует о его работе на Кремль, но я нет, да, нет, ни нет, в коем случае. Слов... Я просто рассказала. А, окей. А, нет, да, я тогда расскажу. Да, я тогда скажу несколько слов в защиту Григория Алексеевича. Ну, на самом деле, серьезно, кроме шуток две вещи скажу. Я большой критик. Явлинский со мной не разговаривает давно, не реагирует на приглашение в эфир мы звать-то уже перестали отчаялись просто отворачивается а почему? Когда, отворачивался Ну потому что ему не нравится что я о нем говорю значит отворачивался когда мы могли пересечь сейчас мы не можем пересечься в одном пространстве Ну вот значит Ну видишь меня многие сейчас в чате там считают хамом или в, я не знаю там Ну я просто говорю как есть уж люди кто-то обижается кто-то нет Ну так сказать, я не буду излишне дипломатичным. Вот, условно говоря, я и, там, и про Навального говорил, ну, когда критиковал многие вещи. Но у Навального, так сказать, хватает дипломатичности. Сейчас а, опаснее. Да? Ну, неважно. Не Значит, неважно. Дело не в этом. А в том, что давай скажу все равно, скажу несколько слов защиту. Во-первых, я, я, думаю, я думаю, что на самом деле, вот сейчас мы гром и молнии мечем по поводу Явлинского, я думаю, что его, конечно, могли подставить. Не подставили, но могли подставить. Вот этот слив кремлевский, он не зря был, и вот то, что Явлинский торопился, якобы опаздывал, все это не случайные штрихи. Потому что, как мне кажется, Явлинский не очень бы хотел этой встречи сейчас, может быть, ему льстит там с Путиным, не знаю вообще там, и, ну, льстит то, что он может войти в кабинет власти, ни, понятия не имею. Дело не в этом, а в том, что политически э, для тех, кто мог бы, условно говоря, его поддерживать, стать сторонником там и так далее, политически сейчас встреча с Путиным, он не то, что невыгодна, она для него убийственна. Вот. И, э, соответственно, э, но, с другой стороны, если ты живешь в Москве, как Валерий Дмитриевич Славей или Григорий Алексеевич Явлинский, ты не можешь, не если тебя зовут в Кремль, если тебя... Ну, правда, серьезно, Но ну, представьте, вас приглашает Путин, вы в Москве. Ну, блин, вам куда хочется? На дачу? Или чтобы вам оторвали голову? Ну, ей-богу. Кроме шуток. Серьезно. Вот, я уверен, Но что есть он не может не аэропорт. Не пойдет. Аэропорт... Стою утро по самолетам, есть аэропорт, по мне скучает высота. Ну, Слушай, вот, ну смотрю, я так понимаю, что, что у тебя задача. На том конце что -то, сказать, другое. Вот, нет, Извините. второе, то, что я хотел, второе, то, что я хотел сказать, что и то, что пишут вот сейчас в чате довольно активно, это то, что значит с Путиным он встречался, не с Путиным. Э, в смысле, говорили они там о войне или о выборах. В общем, не так важно. А, а если, условно говоря, вот я стою на той точке зрения, что если Евлинский, пускай Евлинский, пускай креветка, неважно какая-нибудь, но это будет шансом Uh, ну, если он, условно говоря, если его допустят до выборов, в чем я вообще не уверен, не то, что, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, что его не допустят. Но если вдруг это произойдет, и если я ошибаюсь, я довольно часто в последнее время ошибался, и uh, буду ошибиться рад, буду рад ошибиться в этом случае. Uh, если его вдруг допустят, то, конечно, надо пользоваться Евлинским. И я хочу, чтобы у нас была возможность пользоваться Евлинским, чтобы у нас была возможность пользоваться там Нечаевым каким-то или хер знает кем, не знаю, неважно, чтобы была возможность проголосать против Путина и не выбирать между Путиным Кадыровым там или Путиным и Нарышкиным, или между Путиным и Путиным. Вот, чтобы эта возможность была, я за. Слушай, а это. можно Поэтому... вопрос, извини, пожалуйста? Да. А чем подставной кандидат Собчак тогда отличается от подставного Явлинского? Чем он лучше, ты ну, могу понять? Потому что, как мне кажется, смотри, я тебе очень легко это объясню. Они все там подставные абсолютно. Все, кто бы ты ни был, абсолютно все. Но есть подставные, которые могут отвязаться теоретически, хотя бы теоретически, просто поняв, какая за ними стоит поддержка. Так было, например. Братишечка, с... но ты писатель фантаст конечно, я тебе могу сказать. Ну, так, ну... Было, так было в 2012 году с совершенно скурвившимися ныне справедливо росами. Так было. Они нацепляли на себя белые ленты. Они э, представили в парламенте и уходили оттуда. Так было, потому что они понимали, что э, есть сила, которая их поддерживает. Потом они продали эту силу, другое дело. Да, все, все понятно. Но, Сашечка, э, ну ты же э, понимаешь, это... что смелость это не главный козырь господина Явлинского. Сто слушай, но ну, смелость была не главным козырем господина Фургала, например, я напомню. Господин Фургал э, был, он вообще не хотел идти на выборы, как известно, в Хабаровском крае. Вот, и был спойлером, э, значит, местного единоруса. И вдруг его избрали, понимаешь, в чем дело? Вот, была такая история. Я Но это прокатывают только он... на выборах каких-то вот региональных. Это никогда не прокатят на президентских. Но, ну, ребят, ну вы что вот, вы понимаете что ты, ну, ты э, обещать, этой иллюзии, ты, ты, И ты, вот, я, я тебе говорю, что отличие в том, что Ксения Собчак это семья, фактически это семья. Семья не предаст. Вот в чем дело. А э, подставные, те, которые куплены, а, ну, я считаю, что если, если мы полагаем, что Явлинский с, там согласован, то он, значит, купленный, да, вот, а купленные придадут, вот в чем дело. Не знаю, как бы надеяться на то, что вдруг Явлинский станет смелым и скажет «я, я, я». Ну, я не знаю, мне кажется, это какой-то фантастический сценарий. Чего-чего, смелости и храбрости я в нем никогда не видела. Не очень... Может быть. А, может. Нет, но. Истинно раз... Да-да-да, <сад> опять же, просто, ну, ты... Ä... Ты просто спрашивала отличие Явлинского от Собчак. Другое дело, там можно поспорить. В смысле по того, что, что мне кажется просто, что процент вероятности того, что отклеился бы Явлинский, равен примерно тому, что отклеился Собчак. У меня они абсолютно равнозначны. Окей, okay, для меня нет. Вот, Значит, ну просто я Собчак рассматриваю как семью Путина. Семью в большом широком смысле этого слова. Как была ельцинская семья, упоминаемая в фильме про Абрамовича, членом которой, собственно, он и был. Вот. Сейчас Миша к нам присоединится, я отправил ему ссылку. Сейчас вернемся в Израиль. Вот. Слушайте, чтобы было понятно, я никаких ставок на Явлинского не делал. Это, это шанс разыграть неприятие Путина. Через кого он будет разыгран? Через, в общем, даже по большому-то счету, по большому, можно даже теоретически через Собчак. Просто э, незачем голосовать за семью Путина. Вот что я имею в виду. Можно голосовать, как Понимаешь, бы, ты еще за так кого? это раскладываешь. Ты как-то как когда говоришь о Кремле, ты как будто говоришь о таком, знаешь, еще очень логическом, каком-то связанном с между собой организме. Мне кажется, там дикий хаос, там левая нога не знает, что делают правая. То есть, колесник, я уверен, что он ни с кем это все не подтверждал, просто скинул это все. Не значит. Встретил, да, кинул все. Вот. Но колесник он же такой провокативный достаточно чувачок. Но, к сожалению, другое дело, что, как мне кажется, 100% контролируемый. Вот в чем дело. Провокативный, но контролируемый. Кто там? Это Михаил к нам пришел. Михаил Гуревич. Привет, вот, ребята. Еще а вы один, меня слышите, да? Еще один человек из наших общих 90-х. Привет, Михаил. Привет, привет. Меня слышно? А меня вы слышно, не, не знакомы, Михаил? Мы, кажется, мы где-то а, виделись. На самом деле, я даже подозреваю. Нет, не, не, ну, не мы, хорошо, конечно, что -то Мир... точно виделись. А, Миш, ты работал на бизнес-фм, все понятно, да? Ага. Нет, я а, на бизнес-фм, ну, ну, коммерсант-фм, коммерс ну, как бы. А, ага. Где-то а лю Люсь, Серебряный дождь, видишь? Ну, mm. это все сейчас. Сейчас у нас одна компания тех людей, да. которые да. заложили фундамент общественной дискуссии в России. Вот, в конце 90-х. Вот все они трое здесь, в этом стриме. Михаил, как. Теперь как мы все там? в твоей империи, Саш, как ты понимаешь? Как у вас там, Михаил? Расскажи, пожалуйста. Потому что Слушай, я не отрыв смотрел за трансляцией Девятого канала кстати я довольно случайно раньше не смотрел хочу прямо коллегам респект выразить очень круто работают вот и в прямом эфире видел значит все эти и обстрелы и все и репортажи и как выступил пресс-секретарь армии обороны израиля и сказал что мы как он сказал расширяем расширяем наземные маневры вот это да, да, расшифрует что это Слушай, за маневр? Я не, я, я не понимаю, почему я должен россиянам э, расшифровывать э, вот, вот всякого рода такие игры слов, когда вот специальные военные операции, вот э, жесты доброй воли. На самом деле, это плюс-минус все то же самое. То есть э, мы не проводим э, сухопутное вторжение, мы сейчас расширяем свой маневр. Вот более того. Э, во-первых, я говорю спасибо, что ты меня сразу не попросил в эфир. Ты мудрый человек, потому что хорошая ну, картина видится ну, с расстояния. Вот э, на расстоянии, как бы она играет новыми красками, а к 11 вечера уже выступил э, другой пресс-секретарь Армии, который сказал, что нет, речи нету о наземном вторжении. Это такой маневр, на самом деле маневр мы делаем уже третьей, третью ночь подряд значит, позапрошлой поза ночью был один такой очень маленький маневр. А прошлой ночью был маневр побольше. Мы даже были на юге сектора Газы. Это на границе Газы и Египта. Вот, маневрировали. Вот. А сегодня мы по полной программе не только маневрировали, но и продолжаем маневрировать. Судя по всему, идет перестрелки. Танки действительно вошли, пока не выходят у нас это называется шитат солями. Это как бы система солями. Вот как вот колбасу нарезают, да? Вот таким мы. Мы ничего полноценного не делаем. Мы делаем все по чуть-чуть. Сводим террористов с ума. Это у меня... Все же знают Асу и это самое «Черная роза... черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви, да? Вот. А там еще был третий фильм трилогии «Дом по звездным небом». И там, значит, героиня спрашивает, а вы откуда? А герой говорит, я, говорит, из КГБ. О, говорит, там, из там, такого-то отделения, как раз папу моего охраняет. Говорит, нет, это там из такого, там, мы из 15-го с ума сводим. Вот, собственно, Армия обороны Израиля сводит с ума хамасовцев. Судя по всему, и тут я могу только прогнозировать, что вот такие входы и выходы будут в ближайшее время просто регулярными. И главная проблема израильской армии была... Как бы обмануть террористов, ну типа создать некий эффект неожиданности. Вот, э, судя по всему, мы создадим эффект э, неожиданности, как еврейская мама, просто вот как бы поиграв качественно на нервах. Вот, мы их просто как бы сведем с ума. А, это все смешно, а? а, но ну, а так у нас как бы ну, продолжается война. Там сегодня днем стреляли, было прямое попадание в в тель в жилой дом. Вот. Но, к счастью, никого... То есть, есть четверо было пострадавших, но никто не погиб, то есть все вроде тьфу тьфу, -тьфу. А вечером был совершенно мощнейший обстрел э, Израиля, э, но это как раз одновременно с э, началом наших как бы, бомбардировок. Бомбардировки, надо сказать, у нас были очень крутые, ну просто чтобы понимать, как мне сказали, я не военный корреспондент, могу только вот ссылаться на данные, так сказать, специалистов. Они говорят, что в среднем в день, там ночь точнее, Израиль сбрасывал на сектор газа от 250 до 400 бомб. А здесь 250 бомб были сброшены типа в течение получаса. И не просто бомб, а бомб таких глубинных, которые изламывают именно каналы, эти самые туннели. И так как а, туннели находятся на глубине там 30-40, а то и 60 метров даже местами, то есть такое полноценное метро, вот, то а, дрожала земля вплоть до центра страны. Ну, то есть как бы все чувствовали, что вот что делает сейчас как бы центр. до центра Израиля, вот. знаете, да? Да, до центра. Я сейчас, вот знаете, я был в Иерусалиме, сейчас я в тель да, до центра Израиля, конечно. Вот. Это, а, простите меня, сколько километров? Потому что а, звучит-то мощно, но мы знаем, что Израиль не самая большая страна в мире. Не самая. Значит, наверное, скажем так, в Реховете это было, там вот это километров, наверное, 50. Ну, то есть, ну серьезно, а. все равно так. Ну, может, 45. 45 это 45, прямо 40, это маленькое землетрясение, да? Да, абсолютно. Такие мощные бомбы. Вот, их как бы много, и это уже э, взламывают. То есть, там получается как: что вот они входят. Соответственно, террористы тоже на готовности, они тоже как бы в боевой позе, они выходят. И тут их начинают гасить, уничтожать, гасить э, точки выхода из этих туннелей, э, сами туннели, э, значит, и всю, так сказать, скажем так, ту военную мощь, которые они для того, чтобы отражать наступление израильтян должны как бы ну, вывести, то есть как бы из своих схронов, там, не знаю, из своих каких-то там убежищ и так далее. Вот. Так что я чувствую, что это не как-то у кого-то есть, вот, знаешь, есть у революции начало, нет у революции конца, здесь наоборот. Значит, у военной операции нет начала, но как, когда-то, наверное, будет конец, потому что то есть, в какой момент начнется вот стопроцентное, абсолютно э, неоспоримое наземное вторжение, честно говоря, сказать сложно. Вот, но э, я думаю, что это будет вот 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 этот маневр, как сегодня, наверное, будет, так сказать, э, завтра повторяться, послезавтра повторяться. Но мы посмотрим. Пока танки точно находятся на территории сектора и пока перестрелка точно идет, в секторе нету. Ни электричества, ни э, телефона, ни сотовой связи, ни интернета, э, ничего. Но э, часть из журналистов и боевиков имеет израильские симки, а так как ты упомянул, что страна небольшая, то они с помощью этих симок, собственно говоря, находятся на связи и сообщают, что происходит. Они говорят, что происходит столкновение и э, перестрелки. Ну, тут вот пишут, и, может быть, я, я, понимаю, что вот когда так с улыбкой про бомбы, вот, то несколько жутковатое впечатление на людей происходит. Почему ты улыбаешься, Миш, когда ты говоришь про бомбы? Послушайте, мы в этом живем три недели. Значит, это некая такая реальность. Мы бегаем в бомбоубежище утром, днем и вечером. Более того, в принципе, нам не, иногда не нужны будильники, потому что террористы, они эти ракеты устанавливают, они их пускают в ровно или в половину. То есть обычно, когда вот ракетный обстрел, особенно центра страны, можно просто сверять с часами. Вот. Это такая жизнь. Она очень страшная, вроде бы. Но с другой стороны, это жизнь. Значит, наверное, спросит меня, сочувствую ли я жителям сектора газа. Я очень сочувствую. Я правда очень сочувствую. Более того, еще раз подчеркну, я всегда голосовал и буду голосовать за левые партии, которые выступают за мир. То есть я считаю, что это политическое решение какое-то нужно. Но Израиль две недели, две недели просил людей уйти на юг. Он как бы, израильская армия значит, указала, где вот эти безопасные зоны израильская армия готова была бомбить блокпосты этого Хамаса, которые, блокпост Хамаса, которые как бы не пускали там частично где-то жителей. Израиль давил на всех, кого можно. Ребят, пожалуйста, давайте как бы людей туда переведем на юг. Прошло две недели, три недели. На самом деле это, это ужасно. Вы понимаете, что вот в эти часы, вот сейчас 23.56, ребята три недели назад танцевали на Фестивале Нова. Это вот ровно три недели. Будет через несколько часов, как видите, этот ужас без конца начался. Значит, э, улыбаться мы будем. У нас э, в июне, 1 июня, я не помню, что какого года, была дискотека выпускников школы в центре Тель-Авива. Называлась Дельфинариум. Вот. Там очень много русских из школы. Да, там был теракт, там, значит, было много ребят, как раз из школы, где мой младший ребенок учится сейчас. И там стоял такой памятник маленький, где была написана очень важная вещь – не прекратим танцевать. Вот правда, мы не прекратим танцевать, мы не прекратим улыбаться, мы не прекратим свой еврейский юмор распространять везде и всегда, ну, потому что такая жизнь. Если как бы жители Газы захотят с нами разделить этот юмор в мирной жизни мы вообще будем очень рады. Но если нет, то, ну, слушайте, ну, а что мы можем сделать? Ну, вот, правда, вот, что еще мы можем сделать? Вот, э, я вот э, у себя в Телеграм-канале, который, как бы, вот, я завел как раз в неделю э, э, утренние смены на, у тебя, Саш, на канале, угу, э, угу. опубликовал вот эту вот запись разговора террориста со своими родителями. Ты меня еще спрашивал, а почему я считаю, как что. Как мы это можем прав? подтвердить а аутентичность ее? Да. Почему ты считаешь ее подлинной? Да, — Да, да. Ну, потому что ее армия распространяет, армия и служба безопасности Шабак. Ну, потому что, как бы, знаете, прости меня, прости меня, но. Мне, мне кажется мне кажется армия спецслужбы в любой стране мира разве они не используют самые разные инструменты в том числе и ложь дезинформацию и все прочее как можно верить армии <связать> ну у нас верит армии вот это как раз это как раз ну, такая странная штука когда вот свой негативный опыт вообще знаешь когда вот мужчина или женщина в очень плохих отношениях из них выходят и говорят, вот теперь все от обратного. Вот я знаю, ВСМ это обратно. Это обратно получается еще хуже. Не надо свой негативный один опыт переносить как бы на другой. Если армия сообщает, что это перехват, ну, я даю 99%, что это перехват. Я, то ну, есть как бы. Же, ты же понимаешь, что это, что это не очень, что это не очень аргумент. Ну то есть, может быть, для людей, которые любят свою русскую. Значит, во-первых, этот как... разговор, во-первых, этот разговор был сделан на израильской как бы телефоне, на симке, вот. И, соответственно, как бы перехватить это, судя по всему, было просто. Он же говорил, что я говорю с телефона жертвы, вот. Соответственно, перехватить это было просто. Во-вторых, ну я как раз тебе тогда задал вопрос и могу его вернуть, а как мы подтвердим да. украинские записи? Да, то есть непонятно, в общем, тоже тут ты тоже, или доверяешь тоже, или нет. Да? Тоже, тоже в общем, я доверяю после, того как, я после довер... того, как, например, украинские спецслужбы устроили историю с Бабченко. Ну, да. я думаю, что там есть, есть вопросы по инсценировкам и всему прочему. Я не знаю, я тебе говорил или нет, для меня это самый большой ужас в моей жизни, то, что Бабченко оказался прав. Это просто я вот это никогда Кремлю не прощу. Вот все готов простить, но это просто ну, нельзя пережить. Вот. Да, действительно так. Ну, в общем, в любом случае, там человек радовался тому, что он убил 10 евреев, и сейчас, кажется, пойдет убивать 11 Вот. И мама радовалась, и папа радовался. Они улыбались. Вот я этому нет, никогда не буду не готов улыбаться. Но а, в этой вот такой повседневности войны я готов улыбаться, я готов вспоминать анекдоты. Ну потому что ну, мы живем. Ну, ну не, слушайте, невозможно быть с пресной мордой, как бы 24 часа в сутки. Это жизнь такая. Понимаю. То есть, подождите, Понимаю. Михаил, извините, пожалуйста, я вас перебиваю, О, то есть, арабскому. Террористу можно радоваться, что он выпустил бомбы, то есть ему нельзя радоваться, а вам можно или что? Я просто не очень поняла последнее. Нет, я не можно, радуюсь, немножко... я не радуюсь ни разу гибели ни одного жителя Газы вообще. Я никогда ну, не радуюсь. Когда летят бомбы, это как бы вы же говорите с улыбкой про то, как они летят. Да, да. Ну слушайте, значит, мы сбросили две, значит. Вот давайте будем, мы журналисты, да, давайте немножко э, будем циничными. Значит, э, за три недели мы сбросили там что-то такое, наверное, уже тонн 20 взрывчатки. Погибло по э, самым нескромным подсчетам Министерства здравоохранения газы, ну, просто подтверждение этим данным мы не можем ниоткуда никак получить. У них вот эти 500 человек, которые валяхли, погибли, они их как добавили, так они и фигурируют в статистике, да, так вот, погибло там, кажется, сколько, 6 или семь тысяч человек. То есть у нас получается больше двух тонн на человека, на на тысячу человек. Ну, то есть у нас как бы эти бомбы, они падают не для того, чтобы убить людей. Эти бомбы падают для того, чтобы уничтожить коммуникации террористов, для того, чтобы уничтожить их командные пункты, для того, чтобы э, как можно, э, ну, как бы обезопасить. И армия обороны Израиля, и жителей. Армия обороны Израиля предупреждает за сутки иногда, иногда за несколько часов, иногда за 10 минут о том, что то или иное здание будет разбомблено. Вы можете увидеть десятки кадров, где журналисты в секторе Газа стоят с готовыми камерами, они вот выстрелились, они знают точно, какая, какое здание будет разрушено, и они точно знают, что им вообще ничего не угрожает. То есть с точки зрения закона введения войны, армия обороны Израиля делает максимальные вообще усилия, которые только можно придумать для того, чтобы сохранить человеческие жизни. Поэтому, когда я говорю о, о, о вот бомбах, о войне, я сражаюсь с террористами. И да, я рад гибели каждого террориста. Я готов по этому поводу улыбаться. Нет, в этой улыбке я вас только поддержу, потому что, конечно, мы все отпразднуем, когда Хамас будет уничтожен. Это даже не обсуждается. Просто но, Ну, вы поймите но меня этом, правильно, кстати, вы так сказали, сказать, записали да? Я понимаю. Да. Нет, я могу сказать так: смотрите: я не готов и я не поддержу, если в Израиле, например, после вот там наземной операции кто-нибудь будет выходить с сладостями, как это постоянно. Происходит после каждого теракта в палестинской автономии каждый раз а, люди да. угу. выходят с сладостями, раздают конфеты, конфеты или там выпечку и так далее. Я не готов, несмотря на то, что я рад, как бы гибели террористов, несмотря на то, что я буду очень рад разрушению всего этого подземного метро газа. Хотя, конечно, я думаю, что это произведение архитектуры в каком-то э, смысле. То есть, как бы, конечно, как кусок немецкой стены. Ну, как бы, это же круто, это там песок, это же не почва, да, то есть делать такой туннель там глубоко под землей 30-40-50-60 метров, это очень сложно, вот, они крутые ребята, если бы все их умения на мирные цели, ну, тогда бы в Израиле уже 10 лет там строят метро в Тель-Авиве, сейчас первую линию запустили, будет строить еще лет 20, если бы эти ребята нам помогли, я вас уверяю, у нас вообще все пошло бы куда быстрее. Ладно, да, да, давай, Люсь, с твоего позволения, отпустим Мишу, если у тебя нет прям насущных вопросов каких-то, так-то я готов... Миш, до, спасибо до ночи. вам большое. Вот. Спасибо, Миша. Да, ну слушайте, а? я спасибо, хочу сказать, что к понедельнику, Саш, к понедельнику все будет понятно, приглашай, расскажу Конечно. вам, чего ж там. С удовольствием, да, да, да. с удовольствием, Михаил Михаил Гуревич, мне даже немножко неудобно. Он у нас ежедневную, ежеутреннюю смену отстоял на брекфест-шоу, докладывая новости из Израиля. Буду часовой, просыпался в 8 часов утра, для того, чтобы к нам выйти. Вот, это, конечно, подвиг. Спасибо большое, Миша. Ну, Я думаю, что мы я, я, собственно, говорю. чувствую боль Михаила, потому что я тоже сова, и ты меня тоже заставляешь вставать, черти Они... когда. Я уже не... я чувствую, что у меня вся жизнь туда поворачивается вот в это утро как бы Нет. вот она у меня а сейчас ты... будет меняться. И во всем виноват ты, конечно. я ты знаешь, я даже боюсь думать, что будет со следующей недели, Люсь. Ой, подожди, это на следующей неделе вот это вот время, переход, переход. ой, май, ой, не, 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 вообще кошмар. Еще на час раньше. 9.40, Люсь. Ну, короче. Не 10.40, 9.40, Люсь. Угу. Че, уйдешь? Спасибо, Сашечка, я тебя тоже люблю. Нет, я не уйду, конечно, но просто ты мне меняешь всю жизнь. Я на самом деле давно хотела, конечно, начать как-то так. Ну, это же все вопрос привычки. У меня позже нету слота вообще, просто нету. Его. Да ты я знаю, что ты мне дал самый последний. Я уже знаю, что ты уже сделал для меня все, что мог, и больше, наверное, нельзя. А, скажи, пожалуйста, а вот эти комментарии, которые ты читаешь, ты их где находишь? Я не, я не понимаю, в донтах какие-то чате, какие чате, чате вопроса сопровождает нашу трансляцию. Просто вот смотри, секунду, я тебе дам. Ну ты, ты видел, ты сама на. А я не могу я одновременно сама. смотреть, я не могу одновременно смотреть YouTube и тебя, как ты это делаешь? Ты как Шива, Господи. Я просто переключаюсь между вкладками и все, вот. Но я редко так, достаточно ладно, смотрю вот нас убежи. не в YouTube, вот. Поэтому не, а не надо их смотреть и не надо вообще на самом деле, на самом деле не надо. Как бы обращать внимание, мы бы, это вообще харам, на самом деле, правда. Начать Там что-то плохое, что ты что... меня сейчас пытаешься уберечь, нет, от чего-то не Нет, нет, нет. нет, нет. Нет, нет, это, это давно повелось, то есть мы, э, на самом деле, всегда читали только донаты, если я иногда срывался в чат, меня Майкл прям бил по рукам, бил, вот с тех пор у меня, знаешь, вот это. Слушай, ну, нет, скажи мне хорошо, просто как человек читает, там хорошее пишет или плохое, честно мне скажи. Все, все вместе, ты не представляешь, насколько разноречивая, разноречивая реакция, вот, так что вот так. Да, тут подожди, тут мне пишут, время переводится назад, значит, будет все не раньше, а позже. Как так? Подождите, сейчас у нас 10.40. Это, наверное, Соловей прислал. Это Соловей прислал Смс тебе. Конечно, сейчас мне про удвоение времени. то знаешь, тут есть мем про удвоение времени. Сейчас тебе все объяснят. После а, смерти да, да, Путина да. просто время идет по-другому, поэтому как бы так, если бы умер, ну, э, Путин не умер, то бы действительно переводили, а сейчас вперед, как бы праздник такой у всей планеты, что решили так, вперед так. переводить. Почему мне пишут, что я все попутал, если в Москве 10:40, в Европе 11:40? С, 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 с какого числа Европа восточнее Москвы находится? Ребят, вы чего там в чате? Что с вами произошло? Правда, 9:40 будет. Мы будем работать теперь по э, европейскому времени. Э, Не ну, понимаешь, по они меня пытаются защитить, они пытаются выстроить какую-то реальность, в которой я могу жить. Понимаешь, они за меня переживают. Спасибо да, вам, В России ребят. не переводится. В России мы как работали с 9 до 11, так и будем работать с 9 до 11. В это время в Вильнюсе будет с 8 до 10. А в Сербии, где находится Люся, будет с 7 до, 8, с 7 до 9. Вот только и все, все. Все нормально. Я понимал, что вы врете. Ну вот. Так что все нормально. <сёк> Ну а -а 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 -а. что, будем Саш, мы, мы какие-то да еще почему, новости? что наоборот? Вы чего вообще? Вы что? Мы по московскому времени просто работаем. Вы что? Вы просто забыли, что мы работаем по московскому времени? Все, не будем больше ничего обсуждать и так два часа сидим. Все, все остальное в донатах. Хорошо. Все, применяю силу. Да, давай, я, учитывая, что нас сейчас смотрит гораздо больше количество людей, чем в начале, можно я еще раз скажу, что у меня очень сложная э, жилищная ситуация в Сербии и я так получилось, что я подобрала очень много котов и всего сейчас у меня их три. И с тремя кошками просто очень сложно найти квартиру на съем. И если у кого-то есть какая-то съемная недвижимость или у знакомых знакомых, пожалуйста, дайте знать либо Саше, либо мне. Спасибо. А, а то я буду знаешь, на улице, да, окажусь мне... на улице, и у меня будет фантастических тварей просто. Вот и все. Да, мне тут в обратную связь, да, шлите мне в обратную связь в моем телеграме или в личку, если вы ее знаете, или почтой плюш в gmail.com самыми разными способами. Но ну, лучше всего в обратную связь в телеграме. Мне вот уже прислали два тебе, два сообщения. Я не вижу, кажется, что из них. да. Вы, вы, так сказать вынесешь. Вот. Но надеюсь, надеюсь, что чудодейственная сила стрима, которая уже неоднократно помогала, сработает и на этот раз. Если у вас есть чем помочь Люсе, пожалуйста, помогите ей, поскольку это наш, видите, наш новый очень перспективный сотрудник, и нам нужна ваша помощь. Даже не то, что... Так, ну что, давай отвечать на донаты. Поехали. Да, на донаты. донаты почему он говорит донаты? Вот the fuck вообще? Я не понимаю. Извините, пожалуйста. Я вообще с первого раза понимаю, почему-то у меня донаты и донаты. Откуда это у меня вообще? Да. А. А, поехали а. дальше. А, да, да, поехали дальше. А, по... а, у тебя открыты донаты? Они же донаты. Да. Да. Открыты на нужном донате. Да. Мы начинаем с 26 октября. Оксана, Видишь? Сейчас, секунду. Сейчас, 25, mm -hmm. 25, 25, 26, да, окей. Вниз, да, да. Оксана. Все, если хочешь, читай ты, хочешь, почитай я, хочешь, будем по очереди. Как тебе нравится? Подожди, ну, да, давай я почитаю, сейчас, потому что мне все-таки Оксану нужно да, да. найти сейчас еще. Все, значит, просто нажми на вторую ссылку, которую я тебе прислал, и все, и встанет туда, прямо на этот донат. А, вторую, в смысле, тупая, Андрей, и, понимаешь, да? Оксана прислала мне. Я, я понимаю, что и... я тупая, как бабушка, себя веду. Окей. Оксана прислала нам 10 евро и написала: впервые увидела Люси в брекфаст-шоу, обратилась к интернету, чтобы узнать, кто такая. Первое, что выдал поисковик Люси Грин родилась в 1975 году в Бетфоршире. британский ученый, исследовательница в области физики Солнца, популяризатор науки насмешил. Люси, расскажите, как работалась с К Собчак? Ребят, вот вы только что услышали, кто я такая. Да? Больше, пожалуйста, не задавайте мне никаких вопросов, почему я не знаю, кто такой генерал Суровкин, потому что я всю свою Срок. жизнь Су Суровикин. Суровикин. Ты его называл как Суровкин. Ты я так его так никогда не называл. пытался. Кого? Суровикин. Я никогда не называл Суровкин. Ну, ты что, еще и... <зял> взяла ты и меня? Самым... Это. Ты, ты в эфире, потому что ты когда единственная программа фантастических тварей, которую делали мы вдвоем, мне в эфире просто порепетировать, ты ржал надо мной, что я не знаю, кто такой генерал Суровкин, а я его, потому что всю жизнь называл Суровкин, поэтому я не разобралась, какой Суровкин, потому что ударение поставил на ум. Я? Да. Извините, товарищ, сейчас какие-то пошли воспоминания, которых я не припомню. Ну ладно, хорошо, Ну, Булты недели назад. Давай. Ладно, все. А, как Тут работал Собчак. Соб... Собчак работал, да. сам сказал с половиной часов. Собчак работал прекрасно, потому что когда мы работали с ней над станцией баррикадной на серебряном дожде она встречалась с очень либеральным моим другом, потом встречалась, начала встречаться с еще более либеральным Яшином. То есть это вообще был другой человек совсем. И вы, конечно, мне не поверите, но у нас были прекрасные отношения. Просто в какой-то момент вжух, и сейчас я даже не представляю, что я могу сказать Ксению Анатольевне, если я, не дай бог, где-то встречу. Да, там просто спрашивают, как работалось. Может, не столько отношения. Работалось работа. прекрасно, потому что это был несколько другой человек. Работалось мне с ней отлично. Да. Она э, как раз-таки делала свой вот этот прыжок, от, как мне казалось, прыжок. Казалось, что это фигня полная, не прыжок был. Я же наивный человек. И я думала, что вот она сейчас в этом прыжке от э, крестницы Путина до вот наших, будет скоро с нами соратницей нашей, будет на все митинги ходить. Уже ходила на митинги. Ты же помнишь, что она ходила на митинги. Вместе да, со всеми. Да, да. И как бы, ну, там, с Яшином на баррикадах, вот эта вся ситуация. Естественно, я думала, что вот люди меняются, и вот она меняется. И я была абсолютно от нее в восторге. И, честно говоря, мне не очень приятно это тем, потому что я вообще очень... Не люблю понимать, что я ошибалась в людях. Это для меня один из самых болезненных моментов. И да, Ксения Собчак, я ошибалась, я была не права. Не, мать. Ну, с другой стороны, и люди меняются. В конце концов, почему она не могла измениться? Ну, опять же, тебе это видно. было все... Ж... Я ошибалась. Все равно. А. Жека Адамович Лазерсон прислал нам 5 евро и написал, ники тут могут быть любые, тут очень, так сказать, большая фантазия у людей, прислал нам 5 евро и написал ключи в грин, где патроны. Это традиционный донат, он всегда такой приходит. Вот, спасибо большое, просто идем дальше. И на наших донатных часах наступает 27 октября, мы отстаем пока на сутки и 16 минут вот, от настоящего времени, от текущего. И кот на агент прислал нам 20 евро и написал. Саш, спасибо за Люсю. Люся, вы такая классная. Спасибо за новую рубрику на Breakfast Show. Скажите, а какое у вас противоядие? Как можно остаться в рассудке после просмотра такого количества бреда? А кстати, спасибо за наш новый мем яркая разноцветная одежда. Кстати, по-моему, в этой же передаче ты, ты рассказывал, как можно остаться в рассудке. То есть люди посмотрели часть ну, какую-то. Ну нет, это было в самом начале. Возможно, мы и вырезали эту часть, когда делали программу. Я не помню, с чего у нас начинается этот момент. Может, нет, вырезали, ну, правда, мы не могли при... это не услышать. Как, как вырезали? Ты впрямую это говорила, Люсь. Да, но они, возможно, слушали кусок, который мы вывесили потом. А мы обычно а, начало отрезаем. там, Поэтому да? как бы не вини. Иногда чуть-чуть отрезаем, да. Я смотрю невероятное да. количество хорошего кино. Желательно, чтобы оно было такое идеологической направленности. Правда, сейчас я смотрю прослушку. Первый раз это, наверное, не очень идеологическое кино. Но, ладно, неважно. Я посмотрела, например, на этой неделе «Черное воскресенье». По-моему, это достаточно подробный ответ на многие вопросы, которые возникают у людей по поводу ближневосточного конфликта. Он был снят, конечно, очень давно, но, честно говоря, мало что мало там изменилось. Дальше, что я сказала, «Кролик Джоджо», «Бег», «Наумова» и какой-то еще русский фильм. А, «Собачье сердце». Но собачье сердце, это, конечно, удивительно, когда ты смотришь его, и я вспоминаю себя в детстве, мне так за себя стыдно, такая была глупенькая, потому что Преображенский был моим любимым персонажем. Это сейчас я на него смотрю абсолютно в ужасе, там, от его каких-то классических замечаний. И больше, больше, что меня больше всего приводит в ужас, это то, что я на полном серьезе прям фанатствовала от него, когда в школе училась. Небольшую неловкость испытываю за это дело. Это довольно интересно, потому что Майкл там тоже задвигал, что на самом деле Преображенский отрицательный персонаж, вот тут мы с ним Конечно. много говорили о собаке в сердце, вот, интересное восприятие, а у меня все наоборот, ровным счетом, я в детстве, когда читал, мне было ужасно жалко, собственно, Шарикова, и я считал, что он нормальный, ну, абсолютно нормальный, потому что просто он, ну, как бы Сразу такой пролетарий получил... Получившийся из собачки, да. Вот э, э, Ну, в детстве я когда еще в Ксероксе читал, э, значит, собачки сестра мне приносила, а Преображенского э, я считал, конечно, таким э, прямо злым буржуем вообще, вот таким вот самым натуральным буржуем, и слава богу, что их всех пере перестреляли, думал я. Вот, в свое время. Сейчас таких, слава богу, нет. Один в шести комнатах. Вот, или в семи. Соответственно, потом, когда я уже рос, у меня ровно-ровно наоборот происходило. И а я пока... тебе могу объяснить, почему? Давай. Потому что в книжке там нет Евстигнеева. И он там действительно однозначно противный. А когда появляется Евстигнеев, очень сложно ненавидеть персонажа, который играет Евстигнеев, потому что мы его любим. И даже когда он играет какую-то жуткую мразь, все, все равно он нам нравится. Вот и все. Возможно, возможно, это влияет, но мне кажется, это может быть сейчас у меня память уже, знаешь, подводится стариковская. Но мне кажется, еще до выхода знаменитого фильма у меня как-то произошло некоторое переосмысление. Вот этого Но может быть, может быть, ты права Да Вот Поехали дальше А, я же читаю Вот тут важный прямо хейтерский донат Черное пальто Написал Александр Добрый вечер, благодарю вас за работу okay. Теперь по существу Люся Грин впервые увидел Эту персону на вашем шоу Ну, кстати, это больше говорит о вас Нежели о Люсе и каков был мой шок, когда услышал от нее фразу «Все нормальные люди уехали из РФ». После этого благополучно проматывал ее вставки на вашем шоу. И дальше, Хейт, какое право вы, неуважаемая Люся, в белом пальто, отдельно для вас хочу сказать, у меня в РФ осталось много достойных друзей и знакомых, репутация которых, в отличие от вашей, не запятнана работой на пропагандонских каналах. – Далее предложение, которое я не хочу зачитывать, потому что… – Вы мерзкая оно... женщина, и мысли, которые вы срыгиваете, под стать внешности. Ну что же, ты читаешь все, давай читать все. Я, собственно говоря, об этом и я говорила, не, когда… – я, вы... я, я не хочу читать оскорбления, которые касаются внешности и еще чего-нибудь Окей, okay. я об этом когда говорила о уровне хейта, который получила Лазерсон, говорила вот именно об этих токсичных, потому что там же и про внешность было все и в общем все как везде, когда людей люди очень часто вместо аргументации, которые... ну я, я же в общем признала то, о чем пишет Черное Пальто, я извинилась за это, он просто пропустил и я я, я согласна yeah. с ним полностью, это была абсолютно тупая вообще даже не знаю шутка фраза я совсем согласна с тем, что он пишет, но он пишет это таким э, языком, точно так же, как с Лизой Лазерсон, с которым я э, согласиться не смогу никогда. То есть, по сути, да, а форма, извините, до свидания, больше никогда, спасибо. Вот. Да, я бы, я бы тоже попросил просто придерживаться формы, а главное, забавно. Если человек шлет на стрим донат, значит, он собирается смотреть стрим, смотреть стрим с тобой кого он... Может быть, он любит мерзких по его мнению... дело, что нет, любит. он же проматывает. Ну вот, то есть, подожди. Это то, о чем мы говорили, когда обсуждали кейс Лазерсон. Я говорю, да, да, вам да. не нравится, голосуйте ногами. Это самое эффективное, как мне кажется, и самое честное, и э, ну трудно к этому придраться. Вот. Человек проголосовал ногами, буквально. Вот прямо сразу после того, как он сказал, он прогуснул ногами. Но что он делает после этого? Он платит мне деньги, 1200 рублей, платит мне деньги, чтобы сказать, какая ты плохая, и, вероятно, собирается смотреть. Ну, нет ли в этом какой-то непоследовательности? Ну, было бы просто логичнее просто не смотреть и не платить. Ну, вот я, вот все ну, время на обычный... Последовательность это вообще не конек человечества, что... в том числе, кстати, и не мой, я дик непоследовательный человек. Суш, Саша и Люся приветствуют... А, давай сначала по, по, как, по форме. Алексей Левченко прислал нам 50 евро и написал. Саша и Люся приветствуют, наверняка уже обсуждали, но почему такое массовое помешательство от словей и от его канала СВР может нас всех облучают хорошего эфира? А чем можно объяснить... Э, чем можно э, объяснить повальное увлечение QAnon? Ты когда-нибудь заходил в Инстаграм к Тому Хэнксу вообще? Нет, признаться, нет. Нет, ну это, это просто какой-то кошмар. То есть Том Хэнкс, добрейшей души вообще дядечка, даже его просто на лице, мне кажется, все написано. Вот он выставляет какую-то, знаешь, фотографию с милой елочкой, поздравляют всех с Крисмосом, приходят просто тысячи, и когда я говорю тысячи, я не преувеличиваю, тысячи комментариев о том, что ты вот участник пицца гейта, ты там ешь детей, пьешь адренохром, и вот это все. То есть это... а как, а как вот такое количество людей повелись? Тысячи, тысячи, тысяч, ну, я не знаю, невозможное количество. Вот все говорят там, я не знаю, отсутствие информации. Что, американцев информация отсутствие? Откуда вот эта вера в какое-то, ну, средневековье совсем? Почему люди в целом так подвержены э, теориям заговора? Ну потому что то, что Путин умер э, вчера, это, извините, хоть и очень симпатичная, конечно, но теория заговора тем не менее. Согласен, согласен. У меня был, был была, же, была же целая серия стримов с Ильей Яблоковым, который автор книги э, значит, "Русская культура заговора". Вот. А у нас просто назывался стрим культуры заговора. Он до довольно научно, не довольно научно, просто научно, он ученый. Вот. Все это объяснял. Вот. Но, конечно, это довольно такое, не то что скучное, но однообразное занятие, а вот гораздо веселее обсуждать теории заговора сами по себе. В смысле, не обсуждать, а так сказать, что внутреннее. Слушай, я знаю, что я забыл сделать важное объявление вначале, сделаю сейчас. И главное, что мне даже напомнили, напомнили донатом в Грин, где патроны, конечно же. А я совершенно забыл. Дело в том, что другие дорогие друзья, мы часто говорим о том, что подписывайтесь на Patreon, там вот это вот все, все правильно подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на Бусти. Но сейчас это имеет совершенно практический смысл. Там у нас много всяких разных активностей, занятий, кружков по интересам и всего прочего. И чат там есть для определенных тиров. Но дело не в этом, а в том, что для всех всех патронов, независимо от тиров, время от времени бывает стрим в которой я там выступаю с отчетно-выборным э, докладом, значит, мне задают какие-нибудь вопросы самые разные. Мы там с вами довольно интимно общаемся. Только для патронов по ссылке. Такой очередной стрим будет завтра. Ну, то есть уже сегодня в 21 час по Москве. Э, только для патронов. Ссылка уже есть в Патреоне. Если вы сейчас подпишетесь э, или на Бусте, соответственно, то приходите завтра на наш вот такой килейный стрим. Э, вот. Спасибо за напоминание. И за нет, Поехали дальше. А, доктор Шац прислал нам 600 рублей написал Лазерсон, Гера Угрюмова, Лиза ушла с ЖГ. Чем помогла активистам в Европе отвечать на вопрос: как к вам относятся, есть ли ваши люди людоеды? Я вообще ничего не понимаю в этом сообщении. Теперь отвечаем: ошиблась, уволилась. Гера с историей про карты россиянам. Что делать с этим потоком фейком говна? Прокомментируйте. Ну, Я, к сожалению, говоря, да, доктор очень... Шоц... да, доктор да, Шанс несколько, несколько сумбурно задал вопрос, скажем так. Я вообще не очень понимаю, что было написано про Лазерсон. Я просто про Геру Угрюму поясню. Гера Угрюму – активистка которая занимается проблемами уехавших россиян, значит, прежде всего там, с легализацией, связанной с банками там, и так далее. Вот. И она вчера раскопала какой-то документ, который якобы свидетельствовал о том, что виза предписала банкам из сопредельных с Россией стран не открывать им, э, россиянам визы, неважно, вне зависимости от статуса, э, вне зависимости от того, есть у них там ВНЖ, нет, резиденты, нерезиденты и все прочее. Вот, ну, э, э, спасибо ей большое за то, что она это сделала, потому что выяснилось, то есть в ходе э, расследования, ну, да, я не знаю, исследования, дискуссии, запросов и так далее, выяснилось, что это давняя бумага, которая касается нерезидентов, вот. И слава богу, но это совпало с тем, что Казахстан заявил, что больше не будет не резидентом открывать счета, вот, и соответственно на это тоже обратили внимание, да? так что, вот, хотя информация была не самой верной, я, я уверен, что она не вводила в заблуждение намеренно, но. Uh, как бы это было, uh, ну, это, это, это был такой, значит, предмет для обсуждения, вот. Это все, что я могу сказать. Насчет uh, с потоком фейков говна, uh, что делать? Ну, мы вон с Люсей их разбираем, например, в том числе. Она... Работаем, чтобы вам было проще в этом потоке. Да, да. Маринка прислала нам 600 рублей, написала, а есть ли где-то обзоры бесподобной Люси Грин на ток-шоу, о которых она говорила в последних тварях. Наверное, имеется в виду то, что не вышло у Урганта. Нет, нигде нет, эта рубрика так и не вышла. <клёх> Дальше. Хочу посмотреть, правда ли условная Гузеева настолько хуже условного Соловьева. Можете мне поверить, да. Костюм химзащиты для погружения в пучины заготовила. ПС Александра, с днем рождения. У тебя день рождения Спасибо. Было? Был. Это, день день был. Это местный мем, Люси. Согласно этому мему, день рождения у меня каждый день. Меня каждый день поздравляют, я каждый день благодарю. Случайно, в Твиттере ошиблись, я поблагодарил, но и с тех пор меня каждый день поздравляют. Хотел пошутить про смерть Путина, но не буду. Коллективное Такого... бессознательное прислал нам. Чего? Такого, Люси. Такого, В смысле, таких мемов, будет еще много за стрим. А что тебе подарить? И это не важно. Я имею в виду, что будут разного рода мемы, не касающиеся уже дня рождения, которые ты сначала будешь не понимать, а потом думать, господи, какая, какой же идиотизм? Вот. Поехали дальше. Да, хорошо. Коллективное бессознательное прислал нам 5 долларов написал. Я бы сходил на выборы, чтобы написать все, что думаю, поверх бюллетеней. Я, кстати, вот часто так делала. Сомневаюсь, что в подсчете голосов будут участвовать честные люди. Так вот, пусть посмотрят на это и подумают. Ту ли сторону они выбрали. Боже, какие же мы идеалисты все, а какой кошмар. Вот мы до сих пор же надеемся, что вот они посмотрят на наш факов, были бюллетени, и чего-то до них дойдет. Не дойдет, ребят, я вас очень люблю, но нам пора бы закопать все свои иллюзии. Мне кажется, они делают только хуже. У нас разочарование каждый раз, когда эти люди, делают что-то. Короче, опять, когда они какают нам на голову, мы всегда этому удивляемся, именно потому что мы питаем какое-то невероятное количество иллюзий по их поводу, просто невероятное. Лючка, будь тебе признательна, если ты будешь дочитывать, а потом реагировать. Извини. Было бы здорово, если бы так поступили многие, но не настаивают. Так, в смысле, чтобы написали в бюллетене что-нибудь такое. Прошу прощения за наболевшее. Чего тут прощения просить? Все нормально, все правильно. Да, что у нас у всех уже это наболевшее одинаковое. Тим прислал нам 5 евро и написал, был на концерте Нойза в Ереване в прошлое воскресенье, кайфанул, но о том, что Нойз крутой. Он деньги с этого концерта отдал беженцам Карабаха. Карабаха. Да, я читала об этом, Нойз молодец. Котику Бармотик прислал нам 500 рублей и написал, что? Ты хочешь сказать еще что-нибудь? Не-не, просто там было слово Арцаха, видимо, для уравновешивания, потому что на одном языке называется Арцах, на другом Карабах. Ну, в смысле, одна страна называет Арцахом другая – Крамовщиной. Да, надо было мне все-таки с, с компьютера писать, потому что у меня, конечно, зрение все уже… Скоро я ослепну и… Mm. Давай я буду не читать, будем, а я не хочу тебя… Давай, задать, давай, не давай, 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 мне, давай. Мне не сложно, правда. Котик Абармотик прислал нам 500 рублей и написал… На а когда это чудище все-таки подохнет, ведь это все равно произойдет, что будет, являться, что будет являться доказательством? Вот выйдет Мишустин с грустным лицом и скажет, все, помер. Мы ему так сразу и поверим. Будет ведь сотни конспирологических теорий, что оно живо где-то прячется. На что обращать внимание? Ну, я думаю, вам станет ясно. Вот, то есть ни один еще из предыдущих померших вот, он не, не вызывал. То есть, конечно же, разного рода конспирологические теории всегда бывают, но они всегда маргинальные. Вот, и Цой жив, и, значит, Элвис тоже где-то на острове, вот, но, а уж про правитель, не беспокойтесь, вот, не запаривайтесь по этому поводу, узнаете и поверите буквально сразу, по массовому празднованию поверите, я бы так сказал, или по массовому горю, я не знаю. Мурманчанин прислал нам 400 рублей и написал, в парк Розенлев пришла зима, скоро наступит полярная ночь, вместе с ней морозы и невероятной красоты северное сияние. Это еще один местный мем. Парком Розенлев мы называем Кольский полуостров. Ну, это из Вселенной, это из вселенной э, теплой России будущего. Кстати, Мерч вышел про теплую Россию будущего от Жгуна. Вот. И э, в теплой России будущего, в климат, в который на, благодаря обогреву Uh, у нас есть специальные технологии, не буду вдаваться в детали, uh, значит, благодаря обогреву изменится и будет примерно как в Ростовской области, условно говоря, ну, близок к uh, такой, вот когда тепло круглый год достаточно, или к, uh, к Сочи, там, не знаю, вот, ближе туда, к югу. Uh, вот, а uh, наряду с этим останется заповедник, специально для любителей холода, заповедник будет называться «Розенлев», в честь холодильника финского, собственно, там и Финляндия не далеко. Вот, соответственно, где будет все, вот это вот снег, северное сияние и все остальное. Вот, это еще один здешний мем. Елена НСК прислала нам 3000 рублей и написала, Саша Люся, доброго вечера, всем нам победа Украины, а Путину скорейшего все-таки. Люся, вы великолепны в новой рубрике, продолжайте, плиз, Люся, традиционно кошки или собаки? Меди всегдашний горячий привет. Спасибо большое, дорогая Елена, с которой мы познакомились в Ереване. Ты еще и император к тому же. Да. А, так, кошки или собаки? Но мне, ну, как бы это уже мне никто не поверит, когда я правду то скажу, что я собачник, но у меня три кошки. Уже бесполезно даже отвечать на этот вопрос. Я вообще кошек, ну. Меньше люблю намного, чем собак, но так получилось, что у меня их три, а собаки не одной. Дело в том, что 23 октября 2022 года убили в Москве мою собаку, и мне очень сложно, ну как у док и мне очень сложно сейчас завести собаку, хотя мне кажется, что я этого хочу больше всего на свете. Прости, а ты просто замолчал? извини, ради бога. Да, я, я просто не увидела, извини. Мне просто очень сложно говорить про собаку, простите. Да, прости. Никогда не знаешь, когда вопрос будет очень личным. Спасибо, пойдем дальше. Люся, Привет э, в нашей теплой компании, пишет Вера, приславшая 600 рублей. Саша, спасибо за прекрасную неделю, отдельно за Елену, написанную Мураховскую, на самом деле Малаховскую, э, в ключевых событиях. А рождественский мерч будет, берегите себя. Да, Елена Малаховская блистательно сегодня абсолютно дебютировала в ключевых событиях, хотя мы немножко с Максимом Трудолюбовым, кажется, не давали ей сказать, вот, но она э, молодец очень здорово поучаствовал, надеюсь, еще будет участвовать у меня в программах. Вот, у меня с экспертами, конечно, не то чтобы беда, они все вживую участвуют, а в Вильнюсе, сами понимаете, ограниченное количество, и я очень рад, что Елена к ним присоединилась. Вот, а э, рождественский мерч не просто будет, он уже, в принципе, есть, просто он еще не открыт к продаже. Uh, есть уже рождественский принт, нарисовал его наш гениальнейший художник Вовка Соловьев. Вот, и uh, не буду раскрывать детали, мне он ужасно нравится. Единственное, за что я переживаю, его бы здорово еще поместить было бы на открытку или на наклейки. С наклейками еще хоть как-то более-менее, и может быть они даже в российском магазине успеют появиться до этого, а вот с открытками прям жопа. Вот, если я бы нашел, если бы я нашел сервис, там, ну, чумовейшая картинка просто, с кучей отсылок, тоже с кучей всяких разных смыслов и этих самых пасхалочек, а, вот, и, и красиво, и все такое, если бы была открытка, которую просто можно отсылать и поздравлять с Новым годом, вот, ну, еще возможности, то есть сделать-то открытки ерунда, это он пошел, напечатал, но так, чтобы их можно было купить, вот, как, как покупать в себе магазин, просто нет, нет нет в наших магазинах, нет такого носителя. Вот, рождественский мерч будет, и он будет совершенно убойным, поэтому имейте в виду. А кукуха, а после него будет кукуха, так что у нас там много расписано уже. Инна Нью-Йорк Сити прислала нам 50 долларов, спасибо большое, и написала. Хотелось бы услышать мнение Александра и Люси об отношении к ситуации и медиасрачу после рассказа Лизы, хорошо продуманного для эфира, любимого анекдота. Этот анекдот ассоциируется только с концлагерем и трагедией 7 октября. Ее оправдывают вполне достойные люди, не понимаю. Ну, мы вроде все сказали, про достойных людей не знаю. Я как-то особо не следил, кто оправдывает. Ну, я думаю, я что Инна. Инна, наверное, расстроилась это... из-за того, что как-то мы, не, может, недостаточно Лизу отругали, но нет желания присоединиться не -не -не. прислала, прислала, Нет, нет, это совершенно точно нет, потому что Инна прислала этот донат в 19.52. До нашего стрима еще оставалось больше двух часов. Поэтому она не слышала. Да, я об этом говорю, что теперь я думаю, что Инна, услышав э, наши с тобой речи, может быть, даже хочет 50 долларов обратно. Получить свои, но нет, думаю, что не хочется. Я думаю, что хочет еще прислать нам. Уверен. Посмотрим вот, кстати, хочет или нет. Нам вот обязательно ссориться, если мы как-то про Израиль по-разному думаем, ребят, давайте все себе зададим вот вопрос. Вот если у нас мнения различаются, то что мы дружить с вами не можем, что ли? Подумайте, пожалуйста, на эту тему, не обязательно сейчас отвечать. Вот. Ты знаешь, это интересный вопрос, но в том плане, что вот Украина развела многих, и все, многие думают, что если Украина, да, и вот ситуация с Украиной развела, то и остальные ситуации должны разводить. например, Израиль, ну тоже, в общем, да, есть есть по какому поводу, так сказать. Вот. Это, подожди, ну, подожди, это подожди. Не, что, что не значит развела? Что, что значит развела? То есть ты имеешь в виду сейчас? А, то, что украинцы думают, что я Путин, вот это ты имеешь в виду, ну потому нет, что, нет, что, нет, что нет, невозможно. Нет, нет, не Нет, нет. По, люди, которые по, ты же как ты ты поставил условия задачи. Мы с вами по-разному думаем об Израиле. Разве мы не можем дружить, верно? Так. Поменяем просто Израиль на войну в Украине. Вот. И, а я просто возвращаюсь вот к тому, это... что я говорила несколько несколько часов назад о том, что я считаю, что людям, которые находятся в войне, можно все, что угодно. Я, возможно, криво как-то сформулировала, да, что мне кажется, что вот в Израиле сейчас люди находятся под бомбами, и в Украине они могут все, что угодно обо мне думать, и можно все. А вот со всех остальных я бы поспрашивала, кто живет в мирном, я не знаю, в мирных условиях, за что такой объем ненависти. То есть вот эта вот ярость, и эту ненависть я могу простить только украинцам и только в данном случае тем, кто живет на территории Израиля. А больше на нее никто, по-моему, не имеет права. Ну, как мне Интересно. кажется. Интересно. Интересно. Не знаю, не буду оспаривать твою точку зрения, ты имеешь на нее полное право. Михман прислал нам 5 евро и У. написал. Донат Люси на молоко, ну или на вино, за вредную работу, сопьется так. Александр, вы предупредили гостя, что стрим может быть пять с лишним часов, а то в прошлый раз неловко получилось. Вопрос обоим, ваш самый безумный смешной поступок по пьяни, цитату украл, миру мир всем пломбир. Значит, Люся, я предупреждал, что он может быть длинным. Более того, я попросил ее посмотреть несколько, ну как бы промотать, хотя бы, чтобы она имела представление. Поэтому я был уверен, что о длительности его она в курсе. Более того, незадолго до начала она сказала, что на третьем часу, возможно, выпустит котов. Или там после трех часов выпустят котов. Вот. Поэтому как минимум три часа она собиралась. А где три, там и пять. Ребят, вы о чем? Нет, они покорны сейчас находятся. Видишь, даже ни одного крика, царапания. Они понимают, да. что я работаю молодцы вот. хорошо Это с одной, с одной стороны с другой стороны насчет миши слушайте вот с мишей вообще история вышла потому что э, с мишей мы договорились несколько месяцев и несколько раз я заходил к нему и так и всяк и все время я все это объяснял естественно миш просто забыл вот э, когда согласился а я уже значит э, лишний раз не напомнил что это довольно долго вот ну и все с собственно ну все нормально. Прям тыкать меня в носом будут за то, что, значит, некрасиво получилось, еще что-то. Ну, правда. Екатерина Р. прислала нам 450 рублей. Люся, просто прелесть. Для меня открытие. Спасибо, Александр, за приятное знакомство. Умеете вы все-таки притягивать таких невероятных людей в свое поле? С днем рождения Россия будет теплой и свободной. Мои заслуги тут ровным счетом никакой. Просто нулевая. Даже, может быть, в какой-то мере отрицательная. В смысле, а кто, кто мне зарплату платит? Не, ну это, это другое плюс. Это другое. Разве okay. это зарплата? Это даже зарплата. Да, хорошо. А вопроса не было, да? Это вопрос самой смешной по пьяни поступок. А, да, мы пропустили. Самое. Самый смешной поступок. А у меня очень короткий ответ, поскольку я не пью. Поэтому, ребятки, извините, пожалуйста, но ответ у меня не будет. Упс. Нет, слушайте, я, я, конечно же, выпиваю, сейчас очень редко на самом деле, и э, вообще нет никого времени выпивать, и возможности, знаете, тут выпьешь, а на утро смена у тебя, вот, неожиданно, а потом стрим ночной, еще что-нибудь, никого организма не хватит. Вот, но, значит, ну и, конечно, наверное, мои какие-то смешные поступки по пьяни связаны с молодостью, и поэтому я уже и не помню особо. Единственное, я помню, я чуть не замерз, я, мы как на даче выпивали с моими друзьями, но это после ну после школы мы в институте учились первый или второй курс я не помню как бы первый наверное вот и мы что-то новый год справили еще что -то. и я значит пошел так сказать освежиться на двор и на дворе мне так почему-то понравилась бочка железная что я лег на нее животом ну, вот. Ничего особенного, но я чуть не замерз. Вот, ты чуть не примерз к ней. Вот. Э, ничего такого смешного особенного, просто уснул. Вообще я, э, ну алкоголь на меня действует следующим образом, я становлюсь и, излишне добрым. Просто я всех люблю. Все, Слушай, какой же ты становишься, если ты и так, как этот плюшевый мишка. Давай, все, давай, все можно, давайте, давайте. Вот, то есть если вы считаете, если вы как да, если вы когда-то считаете, что я веду себя агрессивно, достаточно мне налить и все. И все как рукой? Ты мне знаешь, всегда кого-то напоминал. И я думаю, что тебе многие об этом говорили. Ну, вот Евгения Леонова, по Леонову, всегда сразу было понятно, что он очень добрый, был бесконечно добрый чувак. Даже если не слушать его гениальные совершенно интервью, он давал интервью, которое доводит меня абсолютно до слез. А и такие какие-то точные формулировки ну, невероятно добрые, если вы Ты хотите... Знаешь, что мне посчитать? что мне посчастливилось взять интервью у Евгения Леонова, причем я еще не работал на их Москвы. Это была Ой, вершина моей... Лет? Нет, но близко к тому. Это была вершина моей карьеры в газете «Менделеевец», на самом деле. А, в газете «Менделеевец» я доработался, в общем, до поста главного редактора, можно так сказать, молодежной редакции, молодежной, разумеется. Вот, не там были взрослые, и все, а мы, значит, при них там... Вот, и как-то, ну, практиковался такой, помнишь, как там Высоцкий выступал в институтах, и это еще в позднесоветские, даже постсоветские годы немножко практиковалось, что в институты приезжали выступать. У нас Задорнов был, я у Задорнова тоже брал интервью. У нас ну, были вот, Скорпион а, с Горбачевым. А, не, не Задорнов, тьфу ты, что я говорю, этот самый, Аркадий Арканов, прошу прощения. Вот, он За просто того. про Задорнов говорил. Я единственное, что помню из этого интервью, он про Задорнов говорил. Вот. И э, был Леонов. Вот. И э, значит, вот мы с э, Сережей Капковым, которого ты тоже прекрасно знаешь, вот, э, мы с ним разговаривали. Это, конечно было совершенно потрясающе. Вот, такая, такая такой вот... Ну, он такой именно удар. такой, да, он именно такой, какой, я думаю, бесконечно Лю... добрый, мудрый. Лучше, 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 лучше. Ну, в смысле, как бы, еще добрее. Вот, но с другой стороны, конечно, гениальный актер, потому что, э, ну, джентльмен удачи, как, когда он со своей вот этой внешностью перевоплощается в бандит, ну вот, и там ты веришь, вполне себе веришь. Это, конечно, гениальное свойство, потому что вот мне, например, очень... Трудно было даже на маленький эпизод перевоплотиться в маньяка злого, вот а, там уж целая роль, вот ну он актер, а я так, значит, а, вот, но э, моя ты, ты права. Он, моя он любовь, прав, что много говорят и это прямо мой как как это называется, мой не знаю, вот ну в общем на что ориентироваться, ну не 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 знаю как сказать правильно, в общем не важно, вы поняли, Михман прислал нам 5 евро и написал. Еще вопрос, Люся. А, как, как так стало, что начали работать на медиа Империя Александра? Если можно, то историю от звонка слэш смс до первого эфира. Ну и пломбиров всем. Да я просто написал Саша, Саша, может, мы вместе поработаем. Саша сказал немножко испуганно, а что ты хочешь делать? Я сказала, ну вот давай будем перематывать пропагандонов, потому что... Ой, пропагандист, извините, пожалуйста, потому что это важно. И все, мы сделали пилот. Я все говорила, давай попозже, давай еще недельку там подождем, сделаем пилоты какие-нибудь. Саша говорил, мне не сказал, мне нет, сразу все в прямой эфир. Ну и все. А еще я дружу с женой Саши. Мне кажется, это поэтому он меня взял. Ну, вот, кстати, обстоятельства того, что вы дружите с моей женой, я и не припоминаю, мало кто с кем дружит. Но. Ну, слушай, мы очень сейчас... хорошо общаемся с Лерой. Я там? просто отлистаю. Так, сейчас, секунду, отлистаю. А, значит, как звучало? Можно я переписку придам в гласности? Конечно, конечно. Сашка, если вдруг, ну вдруг я смогу чем-то помочь, я тут совсем рядом. Держите, дорогие, все такое это и был еще март 2022 года. Вот. Ну, я счел это просто вежливым, так сказать. Вот я ответил: значит, спасибо, туда-сюда. А вот, значит, дальше что произошло? 8 сентября. Саш, ты знаешь, у меня есть материал на рубрику, кажется. Да, попробуем. Со вторника будет, э, будет ли у тебя время. Мне нужно быстро сделать визаран, э, извините, и отмонтировать материал. До вторника 100% справлюсь, И попробуем сделать пилот. Вот. То есть 8 сентября началась работа над этим. Вот. Я написал, конечно... А, я, я, читаю не оттуда. Это уже мы обсуждаем. Мы списывались... Да, в... это уже в... обсуждаешь, да. Мы списываем Слушай, ты только не, ну, не, не пиши совсем там, не все читай. Там, да, там, да, а да я тут работу. уже разогнал, смотрю, там вот это вот, да. Все, да, все, да, да, да. Сказать. Да, извини, э, невольно, так сказать, так, сболтнешь что-нибудь. Вот, но, э, так вот, значит, 8 сентября мы уже работали, сейчас, секунду, Втор, э, произошло это, э, произошло это, а ты мне послала голоса. Слушай, это еще с августа. Мы с тобой с августа об этом говорили. Мы в конце Руки. августа, да, это сдел... Я просто очень долго пыталась закрыть вопрос с прошлой работы, чтобы оттуда уйти. Поэтому это так долго все тянулось. А, вот, смотри, все, я нашел 27 августа. Саш, угу. а давай что-то вместе сделаем. И я говорю. Э, там одна Франция, я же сказал, я не да? Саш. Она, она говорит, Инте я говорю, интересно. А, она говорит, он как-то вяло отреагировал. Знаете, как я отреагировал? Я написал, интересный заход, и поставил знак. Это я вяло отреагировал. Вот. Значит, она. А, а, значит, ну, дальше что-то а, мы о работе туда-сюда. И я не понимаю, что она хочет. И она пишет: вообще было бы забавно. Э, до этого, чтобы вы понимали, мы целый год искали людей, которые будут, ну, человека, который бы у нас э, обозревал пропаганду на регулярной основе. Мы пробовали с одним, пробовали с другим, профессоров даже каких-то, которые с научной точки зрения, там, ни хрена не получалось, ничего, вообще нет никого. Все уже все уже, все Шипелины, Борзуновы, все, значит, невероятно популярны, и все у нас нету. Ну, нету, и все значит, и я понимаю, что мы ничего не можем делать. И тут человек вот просто так с нихера пишет, вообще было бы забавно делать видеоперемотку русского телека. И я понимаю, что, знаешь, вот как будто э, ты э, ходил там, я не знаю, искал-искал э, э, что-то золото, потом, значит, сел на пенек, он развалился, а там мешок с этим самым золотом. Вот. И я такой спрашиваю, а ты могла бы это делать три вопросительных знака, да, ну и дальше вот <связать> все закрутилось, и так этот, э, э, этот момент был 27 августа 23 года в 15.32, слушай, уже довольно давно надо признать, я что-то думал, что мы месяца полтора всего, в общем, это самое, вот так Ну вот смотри, долго. мы полтора делаем, и я еще, да, долго пыталась, чтобы никого не обидеть, как-то так сделать, чтобы и никто не обиделся, и я ушла, и никто не обиделся, и я ушла все-таки. Да, да, там же еще, да, у тебя работа была. Ну вот, извините, за такой подробно, но просили подробно, вот я подробно рассказал. Да, вот. да так, вот и, так вот и получилось. Ну, и до первого эфира, да, там вот прошло какое-то время, потом Люся вышла. Я, честно говоря, уже после нашего пилота абсолютно не переживал. Просто до этого я думаю, ну как тебя примут, как чего, там у нас своеобразная публика, там то все. И когда мы с тобой сделали пилот, Люся очень ответственно. Я ее сразу говорю, пойдем в эфир. Вот, она говорит: нет, мы сделаем пилот в стол, мы его сделали. Вот. Я, кстати, вообще. Мы с тобой просто разговаривали, и вдруг я понял, что это пилоты есть, собственно говоря. Ты мне фига. Да да, 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 да. Просто, просто общались. Как бы. вот. И, и я тут понял, что все. Все вообще просто шикарно. Успех обеспечен и все остальное. Вот. А Никола, я до сих пор, Прислава... кстати, перед эфиром не сплю. Представляешь? Вообще не могу спать. Прям я тогда лучше выхожу, потому что я просто не могу спать. Все, все, все придет. Снова Николай прислал нам 5 евро и написал. Александр, добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким казахстанским банком пользуетесь? Почему решили выбрать его? Может, вы в курсе каких-нибудь других предложений с удаленным открытием? Очень интересует банк с возможностью свист переводов. Если уж решите прямо не называть банк, может, намекнете. Значит, дорогой снова Николай, когда мне нужно было прямо вот давно тогда, э, сначала у меня не было ни литовского, ничего, э, я рассматривал всякие, но я не то чтобы выбрал, там такая вообще была суматоха, и там какой-то сделаешь. Я делал себе несколько разных банков каких-то, которые тут же лопались, ну, не казахских, а других. Вот, каких-то, которые там были криптовалютными, и каким-то через бота еще что-то, и все что-то лопались, и все. И мне казахский очень помог в этом смысле. Вот, я сделал Altenai. Вот, но я давно, так сказать, уже... Не слежу за всем этим. Вот. А я сделал есть... Freedom Finance uh -huh. и крайне недовольна. Видишь, как? Конские вот комиссии, так. не очень честная конвертация. У меня вчера не, не, вчера уехал друг, который приезжал в Белгород с таджикской картой. Она, судя по всему, несравнимо удобнее, чем казахская. National bank of Таджикистан. Вот. — Может Либо быть, что? не знаю, но мне вот очень помогло, я тогда вообще не смотрел ни на комиссии, ни на какие там было вообще, лишь бы, лишь бы что-то было, так сказать. Вот. Угу. А, снова Николай прислал нам 5 евро и написал, Александр, добрый день, подскажите, пожалуйста, а, это я только что прочитал, простите, Тесси прислал. Да, п прислал нам 5 евро, написал. Впервые доначу, но слушаю стримы уже лет 5. Ну, здравствуйте, наконец. Честно признаюсь, вначале Сашу не любила, Оказался мне темным дедом. нормального, только что про Леонова поговорили. Темным дедом со странным набором ценностей и убеждений. Но со временем и в Майкле не разочаровалась, и будто сама чуть-чуть э, э, стала дедом и начала понимать Сашу и в Майкле не разочаровался, и будто сама... А, ну, то есть со временем... Короче, Майкл был хорошим и остался хорошим для Тесси. А я был сначала дедом, но как будто чуть-чуть стали, стали меня понимать. Спасибо. Ну да, я, чтобы -я, тебя, блин, просто... в общем, полюбить, надо постареть, короче. Наверное, да. Ну, это, так сказать... Я вот, не согласна, а, мы... я тебя 16 лет люблю. У меня все с тобой многие... прекрасно складывается. И это взаимно абсолютно. И ты знаешь, многие вещи просто приходят с возрастом, так сказать. Вот знаешь, как это. Дети же не любят горчицу. А потом как-то вот. Странный Тесси набор продолжает. ценностей у вас какой, батя. Тесси продолжает. Блин, после хвалебной речи на вопрос места не осталось. Раскрутили меня на второй донат. Это такая вопрос хвалебная речь была? А да. Вопрос Люси. А у нас все такие. Расскажите про себя, пожалуйста, где вы раньше работали, где можно увидеть плоды вашей работы, да и вообще, кто вы? Мне очень нравятся ваши обзоры в Breakfast шоу и поэтому хочется больше про вас узнать. Кто ты, Люся Грин? Я люблю музыку больше всего на свете. У меня есть некий телеграм-канал и SoundCloud профиль, и MixCloud профиль. Я занимаюсь музыкой, я собираю очень странные штуки, коллекционирую каверы на старые советские песни, выискиваю американский хип-хоп, который был сделан на Пугачевой или на Александре Градском. Ну, в общем, какие-то такие супер редкие странные штуки это и есть моя первая единственная любовь. А что еще надо было сказать? Ну, вообще, это а, сказать ну, про себя. А, наверное, Black Square Show. Где вы раньше -то работали где можно увидеть плоды? Плоды можно увидеть в телеграм-канале Black Square Show. Черный квадрат шоу, Black Square Show в одно слово. И Господи, что во всех что остальных... Молчал? Что? Что, что молчал-то? Мы бы его в описании сейчас... Ну, ставили. он просто... Не... Их никакого отношения к фантастическим тварям, он чисто музыкальный, я просто не думаю, что зрителям, которые интересна политика, будет интересно то, что я делаю с музыкой, ну, может нет, быть, нет. будет, не знаю. сейчас, сейчас ставили бы, не на НСМО, вот я его сейчас и ставлю. Okay. Окей, вот. okay. да. uh, у меня есть MixCloud, у меня есть SoundCloud, я везде пишу всегда нахво, грин. Green. И Грин пишется не с 2Е, e, а с I-точкой. И вот это поменять 2Е, e, кстати, на I-точку. Знаешь, кто придумал? Александр mm. Гордон. Oh. Да. Тем сложнее мне будет да. его препарировать в этой программе. Следующий, точнее. Ну, то есть не придется, конечно, ты сама это выбрал. Не, не, не я сделаю это. Окей. Поехали дальше. Значит, вот и лето прошло. Прислал нам 4 фунта британских и написал новая рубрика Люси «Огнище». Спасибо вам обоим. Люси, есть ли прогресс в поисках отца? Если не хочешь, не отвечай. Если это не слишком личный вопрос. Отличного стрима. Не, про отца мне гораздо проще говорить, чем про собаку. Почему-то искала-искала, до сих пор не знаю, нашла ли я того человека или нет, но если того, то он умер. Не так давно, правда, но мы так с ним ни разу не увиделись, поэтому никаких э, особых чувств я к нему не испытываю. Ну, то есть ни не к нему не испытываю, а по, по этому поводу не испытываю, поэтому мне про него легче говорить, чем про Бигги. Mm. А, Ты, по-моему, и... в, э... в Фейсбуке про это писал, да? Да, да, я даже, ну, очень важно, я писала об этом в Фейсбуке в каком-то возрасте, несколько там, 8 или 7 лет назад выяснилось, что он, мой отец – афганский пуштун. Мне, к сожалению, дома никто не рассказывал, кто мой папа, а потом все умерли, и никто не смог рассказать. И вот уже после того, как все умерли, я сдала тест, который выявил у меня 50% пуштунов. Потом я сдала тест еще в трех компаниях, и все они показали, что я пуштунка. Я пыталась mm. найти отца по... Появлялись какие-то родственники, последняя появилась, появилась двоюродная сестра, которая написала мне, что у нее есть подозрение, что мой папа – это вот такой-то такой человек, причем она мне не написала, как его звали, потому что, ну, я так понимаю, что для пуштунов это какая-то ситуация не очень классная, когда ребенок рождается вне брака, и они, в общем, ну, так к тебе относятся, как к второму сорту. И да, вот она сказала мне, что он умер. Не знаю, уж точно это папа или нет. Я просто не знаю, как можно в Афганистане вообще кого-то найти. Поэтому я как-то, чтобы не истязать себе этим, чтобы не мучиться на эту тему, я стараюсь на не думать, честно говоря. Но я рассказала вам, каких результатов достигла с этими поисками. В свое время, кстати, отца Окей. мне помогал, знаешь, что искать Эдуард Багиров он пытался поднять какие-то кгбшные архивы, чтобы найти что-то, может быть, об этом. Но ничего не получилось у него. Вот. Да. Царствие небесное, так сказать. Вот. Да. Значит, поедем дальше. Старый для этой херни. Прислал нам 600 рублей, и написал ⁇ люси респект ⁇ смотрел еще фейк ньюс на дожде. Интересно. Ты имеешь какое-то отношение к фейк на дожде? А, Я бы хотела иметь какое-то какое отношение к фейк-ньюсу, но, к сожалению, нет. Может быть, просто старый для этой херни сравнивает. Ваш разбор mm -hmm. свежий и, главное, крутой. Как решились на выпуск рубрики «Фантастические твари» при таком количестве разборов пропаганды? Вопрос к мудрому начальнику ТРБ и экс-новостнику бате Жене. Женя тоже мем местный про меня. Меня еще зовут Евгений и иногда Алексей. Какое будущее mm, вот у мировых нет, просто, ну я тебе поясняю, почему так звучит. Извини, пожалуйста. Вот. Если не почему Нет, я очень хочу просто. Я боюсь что, забыть, что ты Женя, что у нас а есть разонличение. Я, я, тебе, я тебе еще раз напомню: вообще, говно вопрос. Хорошо, я тут каждый хорошо, стрим напоминаю. Хорошо, вот. а, вопрос к мудрому начальнику ТРБ к новостнику бате Женя: Каково будущее мировых новостей в свете последних проколов? Ну, мне кажется, что в общем есть проблемы у СМИ, и я бы с удовольствием бы сказал, что э, индустрия, там или среда, или вообще там саморегуляция, она себя отрегулирует. Но хрен там, к сожалению, вот и влияние соцсетей, и влияние общественных настроений, и э, то, что мы там называем, я не знаю, новой этикой и все остальное, имеет такое, э, все это имеет такое значение большое, что СМИ очень трудно сейчас э, в этом находиться. И пока они проигрывают, то есть они постоянно пытаются как-то изменяться под вызовы э, ситуации и теряют свое предназначение, к большому сожалению, как мне кажется. Пока не вижу большого будущего у мировых новостей, так сказать, то что они подвержены, к сожалению, конъюнктуре. Не конъюнктура им подвержена, а они конъюнктуре. Это прям большая хрень. А как ты решилась на выпуск рубрики «Фантастические твари» при таком количестве разборов пропаганды? Ребята, вы ну, знаете, вот каждый конкурент? раз, каждый раз, когда вы Просто учитывайте, что я ничего этого не знаю. Я не знаю никаких разборов пропаганды, кроме фейк-ньюс, потому что когда-то телеканал Дождь тоже хотелось, чтобы я делала перемотку на их самих, но у меня не получилось тоже. Что-то я как-то у меня только с тобой получилось вот удивительное кино. С то не вышло, я от него ушла. из с дождя я тоже как бы такая слилась постепенно, потому что как... они просто... Я надеюсь, что я никакие секреты сейчас не выдаю. Они просто хотели, чтобы я помимо перемотки приходила бы ну, там, в 6 часов утра на телеканал «Дождь» и снимала, как у них вот эта внутренняя кухня ну, новостей. Понимаешь, что в сочетании 6 часов утра на меня не очень хорошо как-то вообще влияло просто. Вот когда его даже произносили, что Люся Грин должна прийти на работу в 6 часов утра, у меня такое было. И главное, что в чем твой один из главных козырей этой работы, что мне не приходится, что я могу из дома это делать. Мне так нравится, что мне никто не говорит поверни голову влево, улыбайся там, что-то, ну, как бы не улыбайся криво, а сейчас улыбаться нельзя, поправь волосы, вот бегает девушка с такой, знаешь, с кисточкой, вот это все. И, и, мне кажется, что это очень много убивает, и это вообще вопрос вообще к телеку в целом. Мне кажется, что он настолько не настоящий, он даже по форме не настоящий, хотя уж по форме-то его можно сделать как-то пореалистичнее. И вот это вот держи голову прямо, это все равно дает эффект такой неиз... неестественности. Немножко папьер-маше, и немножко не тебя. Вот. И поэтому, к сожалению, у меня не получилось. В том числе. Ну, урган я говорила, что там просто контент был такой адовый, что это было просто для психики вредно очень. На Дожде, конечно, был контент отличный, там вопросов не было. Mm, э, ну, я... Вот это вот, мне кажется, свидетельствует о том, что это вот меньше знаешь, лучше спишь. Если не задумываться, что уже все это делают, то можно сделать абсолютно по-своему. Вот. И, и, а не знать еще лучше. Снова Николай. Два доната по 5 евро. А вот еще интересует вопрос с переводом крипты. Если я хочу перевести с Binance условного Фбк, счет Binance может быть доступен властям. Счет Фбк известен публично. Если я правильно понимаю, то транзакцию можно сметчить. Думаю, что да, вы правильно понимаете, но другое дело, что, чтобы ваш счет с Binance ассоциировали с вами. Если для анонимности перевода я делаю счет-прокладку, то ведь все равно будет видно, что я перевел на этот счет, а с него ушло ФБК. И тут косвенно можно доказать, что изначально деньги на счет ФБК были отправлены от меня или нет. Не уверен, что, конечно, что вы знаете ответ на этот вопрос. Я тоже не уверен, но мы с Григорием Букуновым рассматривали эту ситуацию, прям конкретно такую же, в точке. Короткий ответ. Да, можно отследить, если ваши кошельки ассоциированы с вами. Вот. Ну, если вы где-то заявили, что это ваш кошелек, и как-то его к себе привязать. Там, я не знаю, как-то пометили. Вот. Сказали, вот мой, вот мой кошелек. Если он не ассоциирован, то это довольно сложная история. Но все равно, как я понимаю, возможная. Другое дело, что есть миксеры, с помощью которых можно ну, за какой-то небольшой процент значит, перемешать все транзакции и сделать их неослеживаемыми. И есть валюта Monero, на которой все тоже возлагают большие надежды, но ничего о ней сказать не могу, не пользовался ни разу. Вот. Екатерина прислала... А вообще, приходите к нам в Точку, там мы довольно часто это э, обсуждаем. Екатерина прислала нам 150 евро и написала. Александр, Люся, здравствуйте. Мне очень нравится, что тварь теперь в сетке. Хотел задать вопрос, но вечер начинается так, что непонятно, уместен ли он будет, когда прозвучит. По... Интересно, это, видимо, с э, Израилем связано. Поэтому просто спасибо вам за работу, пойду читать ленту и пить за жизнь и свободу заложников. Ну да, я угадал. Люся, приходите еще, плюс. Вот. Люся, приходи еще. <как> Фарст, не думаю, что все прислали. разделяют, конечно, это сообщение. Ну, ладно. Что все? Не все разделяют. Я думаю, а, что а, многие да, да, да. Да, попросят меня еще раз. Я бы не попросила после этого стрима, например. Ну. А, видишь ли, в чем дело, Люсь? Некоторые люди и меня не попросят после этого <как> <как> Ну, не после <как> этого, а вообще, в принципе. Поэтому я к этому очень хорошо отношусь философски. Но, э, так сказать, у меня есть свои виды на все это и свои задумки. Я их буду реализовывать. Э, фарс прислал нам 5 евро. Написал, здравствуйте, как жить-то? Я с 24 февраля так и не нашел новых знакомых с адекватной позицией. А теперь еще и антиизраильское настроение в нашей округе преобладает. Я за эти почти два года... Начал сам с собой разговаривать. Прям чувствую, что моя кугуха уже купила билет на поезд и ждет гудка. Ну, вопрос: как, как жить-то? А где человек живет, непонятно. Вот он в России живет, откуда он это общение пишет? Просто интересно. Я думаю, что из Европы, потому что, во-первых, он донатит евро. Во-вторых, угу. антиизраильские настроения возможно, этой в нашей округе имеется в виду, может быть, вот те самые настроения о которых мы а, тоже говорили. А, е, ну, слушайте, а, к, как, как жить хотя бы по меньшей мере пучкуйтесь с нами а, на на стриме или на шоу или не знаю полно а, разных. Ну, интернет для того и придуман, чтобы людей соединять. Вот в, в этом смысле особенно если вы не в России действительно и не подвергаетесь опасности. А, за комментарии или еще за что-нибудь в этом духе, то, в общем, как мне кажется, единомышленников найти сейчас не самый сложный, не, не самая сложная задача. Просто, интересно где, ну, просто интересно, где он угу. находится, этот человек. Очень. Да, не очень понимаю. Да. Ну, может быть, от Фарса еще будет донат. Он не первый раз донатит, и, надеюсь, не последний. поясни и вот у нас наступает 22 часа, мы дошли до начала стрима, мы отстаем на 3 часа, это многовато к этому времени, то есть можем засидеться. И у нас вступает в действие еще и суперчат, когда начинается стрим, идет чат, и там можно отправить донат внутри чата, это называется суперчат. Вот. Так что из него тоже вот есть донаты, они все у нас в одном месте. Силвин прислал нам 50 евро и написала... Вопрос Люси. Зачем условно оппозиционно настроенные к режиму люди смотрят дудя, когда все якобы обнажаемые им персонажи, архетипы и так смотрящим давно знакомы, неприятны и даже осуждаемы либо эмоционально, либо политически? Но это неправда. У Дудя бывают, ну, как бы у него очень разношерстные гости, у него очень часто бывают люди, которые мне симпатичны. Я тоже не очень понимаю, зачем смотреть интервью с Кучерой, потому что, ну, и так все понятно с ним, но я и не смотрела, честно говоря. Я вот просто по каким-то постам в Фейсбуке поняла, что он в очередной раз сказал какую-то глупость, просто очень развернуто на три часа. И все как посмеялись. Я никогда не смотрю в так, видео с героями, которые мне неинтересны. Но нельзя сказать, что у Дудя. Я могу прямо сейчас открыть телеканал Дудя и обнаружить, что это все-таки неправда, то, что пишет Силвин. Угу. Ну и никто, знаете, не отменял, а зачем я смотрю фантастических тварей. Ну, да -да, тоже я же этом... можно задать мне такой вопрос, зачем я. Потому что надо знать хорошо людей, которому, которым ты противостоишь. Не сказать, чтобы они были прямо вот мои враги. Особенно если мы говорим про аудиторию, на которую вещается эта пропаганда. У нас с Сашей, кстати, была, как раз-таки это было просто в, э, в пилоте, поэтому этого никто не слышал. У нас был некий спор по поводу того, можно ли осуждать людей, которые смотрят телевизор и верят ему. И я, собственно, ставила на том, что нет, что когда мы разбираем кейс МММ, мы судим только Мавроди, мы не судим тем, кого, кого он обманул. И то же самое с пропагандой. Мы не можем судить тех, кого обманывают. Вот. Ну, что у меня такое? здесь не такое, не, не, не такое ä, простое мнение, скажем так. Мне кажется, что часть ответственности, конечно, лежит на людях, но ä, окей. Это обсуждаемо, как, как мне кажется, здесь ä, могут быть разные мнения. Ирина М. прислала нам 20 долларов и написала «Просто люблю Люсю». Спасибо, пожалуйста, Ирина М. Вид Михаэску прислал нам почти 50 фунтов и написал Саша, вы лучше. Расскажите про Люсю, пожалуйста. Кто, откуда, как такое прелестное создание оказалось на этой планете? Чем занимается и где? Как вы познакомились? Гуглить не хочу. Интересно ваше мнение. Мнение, как вы познакомились. То есть есть разные мнения на этот счет. Присоединяюсь к сообществу э, в скобочках не армии фанатов. Значит, ну, единственный вопрос, на который мы еще не отвечали в этом стриме, это как мы познакомились на Эхе Москвы. Э, еще было дело на Никольской. Люся уже работала э, по референдум, да? А Саша пришел и сразу стал звездой информации нашей. Ну, вранье. Значит, я пришел, и был понукаем Александром Климовым, вот, поскольку меня к нему поставили. А кто из нас не прошел эту школу, знаешь, как бы? Ну ты же сразу стало, а это вовсе не сразу, далеко не сразу. Не, ну ты же, ты так же так... ни дня не проработал никем, кроме ведущего информационной службы. Верно, я сразу я сразу попал на новости, это правда, да, да так так вышло. Но но про звезду это ты загнулась, сильно. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, тебя сразу все полюбили, особенно если говорить про внутреннюю кухню, то сразу полюбили все. Эх, в общем, короче, да. Так, Знаешь, мы когда знакомили. я читаю про... Я читаю, когда про прелестное создание, мне, конечно, страшно, потому что вот именно это мне и страшно, что я разочарую всех, всех этих людей, потому что я совсем не прелестное создание, если так честно говорить. Сейчас, пожалуйста, ничего не говори, но я правда грубая, резкая и могу обидеть, мне кажется, легко. И больше всего на свете теперь еще и Лазерсон я боюсь ложануть и обидеть кого-то здесь. И вся эта любовь закончится, а я к ней привыкну. Эх, Люся, все будет хорошо. Значит, мне ужасно нравится, что ты рефлексируешь. Не нравится, как рефлексируешь, ну, в том смысле, что это доставляет тебе переживания. Вот. Но мне ужасно, конечно, просто не, не потому, что я работаю. Не потому что это на моем канале, не потому что я, я не знаю, это ну, наше шоу. Просто чисто по-человечески, мне ужасно, ужасно приятно, что ты рефлексируешь. Я, я очень ценю эту рефлексию в творческих людях. Вот. Это самое, на самом деле, самое дорогое, что есть. И самое болезненное, на самом деле. Фри Palestine прислал нам 5 евро и написал. Мне совершенно непонятно, что это значит. Но я могу предположить, почему ЛГБТ и прочие активисты не видят кровавого слона у себя под носом. Но что, по их мнению, значит свобода Палестине? Выход на границы, чтобы Израиль дал гарантии не стрелять в ответ? Почему они призывают? Или это просто мир-у-мир? Мир? Ну, за всех трудно сказать, потому что многообразие организаций, поддерживающих Палестину в той или иной мере по всему миру, оно гигантское. И у каждой там свои, значит, свои соображения и свои устремления. Но вы слышали Олега Исхоки у меня в четверг. В Breakfast-Show Алекс Исхоки, видный экономист, ученый, работающий в американском университете. Вот. И он объяснял, почему э, студенты, э, почему, значит, те, кто учится в университетах, часто э, поддерживают Палестину и э, вступают в организации соответствующие рода и так далее. Не буду пересказывать это объяснение. Э, значит, э, лучше послушайте его. Э, вот, но. Э, там, среди прочего, было и такое, ну, значит, что вот что должен сделать Израиль. Среди прочего, они повторяют, это Олег сказал, не я. Среди прочего, они повторяют известный лозунг «Палестина от реки до моря». «Палестина от реки до моря» означает, что в море должен оказаться как раз Израиль. Ну, просто река – это Орда, он отделяет от, от Ордании, это граница с Орданией. А море, это, собственно, Средиземное море есть, на которое выходит Израиль и Газа. Вот, от реки до моря Палестина означает, что Израилю там места нет, как и израильтянам. Вот что, опять же, наверное, это не все так говорят, может быть, даже абсолютное меньшинство, но доходит, доходит и до такого я не изучал досконально все эти движения, но их довольно много и вплоть вплоть вот до этого. Может быть, они бездумно повторяют, может они не понимают, что это означает. Я не знаю, но смысл примерно такой. Ну вот в том числе и такой. Вот, может быть, ты э, скажешь про э, тут вопрос про тех, кто в Европе и в Соединенных Штатах поддерживает э, поддерживает Палестину, может быть, поддерживает ХАМАС, я не знаю. Ну, слушай, мне кажется, Хамас не поддерживает, ну, кроме радикальных каких-то дурачков, никто не поддерживает Хамас, как можно это поддерживать. Эрдоган так? поддерживает Но... Хамас как? А, ну я и говорю, кроме дурачков, я же сразу сказала. А, почему не замечают? Мне кажется, что вот эта толерантность, либеральность европейская, она просто зашкаливает, и все это поэтому происходит. Другой вопрос, что другой вопрос, что я, я, в общем, не понимаю, почему это такое возмущение у вас вызывает. Мне лично тоже кажется, что создание государства на территории Палестины в прошлом веке, но у меня есть были вопросики, а я даже не араб. Представляю, сколько у арабов вопросов. Не знаю, мне кажется, что это просто очередной пример того, что люди не хотят договариваться ни с той, ни с другой стороны. И ну, просто кажется, что источник все, всех войн – это продажа оружия, и только поэтому эти войны происходят. Больше никаких причин для них нет. И принимать чью-то сторону я вот не могу сказать, на чьей стороне. Я вообще привыкла, опять же, из моих афганских корней, я как-то привыкла, что у меня все-таки есть право сказать, что я пока не разобралась, я ни за кого. Мне не обязательно прям вот срочно бежать и занимать чью-то сторону. Тем более, что в моей второй родине, Афганистане, никогда не было мирного дня, просто ни одного, на протяжении тысячелетий. И меня тоже, как человек из крови афганской, немного обижает, что о конфликте в моей стране никто не говорит, и что это какие-то тренды, по которым движутся рассказы о войнах. Вся наша планета в войнах, надо говорить обо всех, и тогда они прекратятся. Многие очень обратили же внимание на то, как Михаил из Израиля. Я, на самом деле, вот когда он улыбнулся и говорил про бомбы, в этот момент я все-таки поняла, что я была права, что под бомбами нельзя сохранять объективность, потому что ты уже находишься в измененной реальности. И эта улыбка, на самом деле, это, конечно, с его стороны было никакое не злорадство, это абсолютно точно защитная реакция человека, который находится в жесточайшем стрессе, и другого выхода этому стрессу, чем юмор, он просто не видит. Улыбка, да, в данном случае. То есть он я, наверное, спут... я когда об Израиле говорю, у меня все очень спутанное, потому что у меня мысли путаются, я очень люблю говорить на эту тему, потому что я в ней ничего не понимаю, я ненавижу говорить на тему, в которой я ничего не понимаю. У меня только есть мои собственные эмоции, которые базируются на том, что я знаю в основном из своих друзей, которые находятся по обе стороны баррикад. И сердце мое разрывается. Вот так. Знаете, ну, вот когда пишут, вот Хомка пишет, ради бога, Люся, остановитесь про выбор стороны. Я всегда удивляюсь этой позиции, потому что, ну, как мне кажется, в разговоре ты поменьше, особенно если ты искренне пытаешься разобраться, и ты искренне удивляешься, ты искренне не понимаешь чего-то, то именно разговор, он дает дорогу к этому пониманию, может быть кривую, может быть косую, может тупиковую и так далее, но он дает по меньшей мере. Просто когда мне говорят иногда, что вот когда я э, обсуждаю что-нибудь, например, новую этику, Саша, остановись, ты делаешь только хуже. Почему мы затыкаем сами себе рот? Разве мы, э, э, разве вот это наше э, стремление к политкорректности, к тому, что не обидеть э, кого-то, Разве оно стоит того, что мы э, сами для себя не разберемся в чем-то, а просто будем молчать э, и копить в себе это непонимание? А я никогда этого не делал. Я, я тебе говорю, пойму, что, что просто полемика такая, что я с тобой не согласен, поэтому ты дурак. Ты говоришь не то, что я думаю, поэтому остановись. И мне это самое обидное не то, что они так говорят, а мне самое обидное в том, что я точно знаю, что это очень образованные интеллигентные люди все пишут. И даже они, даже они не понимают, что уровень их дискуссии, он просто так, что нет дискуссии. А может быть, потому что дискуссии нет и правды нет. Потому что откуда ей появиться, если мы друг другу глотки затыкаем, ребятки? Просто подумайте об этом сегодня ночью. Да. Значит, Марина прислала нам 10 евро, написала, уже неделю все обсуждают ужасный анекдот Лазерсон. Но на этой неделе Козырев оправдал Арбенину за слова о ребятах, которые делают свое дело. Но вы видите, как на видео Диана судорожно ищет формулировки, сказал Козырев. Будут ли также русские либералы обсуждать или не заметят? Или вы не видите сход с... Там есть продолжение или нет? Нет, не вижу. Ну, или вы не видите сходства. Я действительно не вижу сходства. Нет, там между нет там между... Анекдот... Не вижу сходства между анекдотом, рассказанным Лизой Лазерсон, и значит, тем, что Михаил Козырев говорил об Арбенине. Я, кстати, не слышал. Я видел, что он это говорил на дожде, просто у нас одновременно шли трансляции. Я видел, что у нас в чате в это время люди писали, что вот на дожде Козырев отмазывает Арбенину. Я, честно говоря, не знаю, не смотрел. И, и, в общем, не хочу, мне не интересно, кто что думает про Арбенину. Думает ли Козырев или думает еще кто-нибудь, кто там будет чего отмазывать. Мне кажется, вот то, что будут ли также русские либералы обсуждать или не заметят, это глупый вопрос. Извините, спасибо за 10 евро, Марин. Вот, э, глупый вопрос, потому что важно не то, что кто будет обсуждать или что будут обсуждать. Важно, что вы думаете по этому поводу. И все больше ничего И что, ну, <свят> думает, Подожди, 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 давай. подожди, подожди, подожди. Я-то понимаю, о чем Марина тебя спрашивает, тебя да. вот не подбешивает эта тема, что когда либералы ошибаются, остальные либералы как будто как бы пытаются этого не замечать. Я правда не очень поняла, при чем тут Лазерсон, Прости, но секунду. тенденцию этого... так, Секунду, то есть, то есть, то есть Лазерсон у нас не либералка, она кто-то другая, верно? Нет, я просто не вижу, не вижу ситуации, когда ее кто-то отмазывает, скорее. Я просто не понимаю, причем она тут, потому что вот за Арбенин уступился Козырев, а кто вступился за Лазерсон? Ну, из таких прям а, крупных ребят. Подожди, Козырев вступился за. Э за человека, который кого-то оскорбил или что? В чем в чем. Где сходство? Попроси. Найди мне. Я и говорю: найти. я и говорю о том, что сходства нет вообще, потому что ну. приводится ситуация, где Козырев заступился за Арбенину, а при чем а? тут Лазерсон? Я не понимаю. Абсолютно. Я, я тоже так не понимаю. Я не понимаю, при чем тут не... она, ты просто не слышал. Да, совершенно верно, но я еще и не понимаю, в чем проблема того, что ну, у Козырева есть свое мнение по этому поводу, или что он, он что не так сделал. Ну, я могу быть не согласен с Мишей, я могу даже, я так не считаю, но смысл в том, что я мог бы договориться до того, что вот он не может пойти там против Фарбенина или там, значит, какие-то их интересы, или совместное прошлое по нашему радио, там не знаю, мог бы нафантазировать что-нибудь еще. Но как, как бы в чем в чем тут проблема что что мы замолчали что мы не сказали проблема, что в, том, сказали? проблема в том это по-моему к нам всем потому что не только Михаил Натанович Козырев к этому склонен мы да. все склонны к тому чтобы отмазывать своих да назовем зайвичках что Хорошо. если бы если бы кто-то из ватниковского лагеря условно сказал, эти мальчики делают свое, свое дело, мы бы тут, знаешь, уже животы бы поднадрывали и смеялись, и так и сяк, и Козырев тоже был не проще посмеяться над этим. Но когда это Диана Арбенина, он как бы, знаешь, я как раз хорошо понимаю, почему он это делает. Это как раз та ситуация, в которой я нахожусь с Венедиктовым. Когда ты, ну, я не думаю, что он чем-то обязан Арбенину, я думаю, что он просто у них очень хорошие отношения, и ты не можешь игнорировать какие-то твои человеческие симпатии для того чтобы человека э, раскатать но с точки зрения высшей справедливости это конечно сомнительно я понимаю о чем пишет марина прекрасно а вот в этом смысле я наконец понял да просто э, тогда тогда кейс лазерсон вообще не имеет никакого отношения не Сюда, имеет никакого э, отношения да? вообще. Вот потому, что, потому что как раз никто ее вроде бы не отмазывал да? и ты это да. говорил с самого начала а я не понял вот, теперь понял извините что до меня так долго доходит что мы столько времени на этом потеряли ну часто довольно, да, часто довольно отмазывают своих именно по принципу там, я не знаю по принципу кто с кем дружит кто, там, кто каких там я не знаю кто какой социальной группы там, и все прочее. Имеет ли в данном, в данном случае это место? Может быть. Я опять же повторю, что не слышал, что Миша сказал. Вот. Может быть, почему нет. Но разве вот просто даже не все говорят, не... вот, Миша Козырев, а это того отмазал. А разве мы так не все поступаем? Нет. Нет. Раз не разве мы не пытаемся отмазать не... своих друзей и как-то оправдать их? автоматически смотри нет? нет я тебе скажу что нет во-первых вот прямо на твоем месте несколько лет сидел человек для которого вообще не существует ни своих ни чужих он вообще просто херрачит из огнемета всех кто только кого считает возможным кто значит невозможным а кто значит ну не соответствует его представлениям а... Хотел сказать о прекрасном, но не хочу убивать сарказмом. Вот, не соответствует представлению о том, что правильно и неправильно. Вот это я про Майкла говорю, если кто не понял. Mm -hmm. Вот и это раз. А во-вторых, ну, например,. Условно говоря, я, да, я тоже не буду рвать за своих, если я вижу, что свои совершают подлость. Другое дело, что я скорее промолчу, я скорее не, не буду... Я тебе просто вот двух человек, которые буквально присутствует на этом, на этом стриме. Хотя мне, конечно, предъявляют, что я и Венедиктова там оправдывал. И у меня одновременно было, что мне предъявляют, что я Венедикту неблагодарен и топчу его, и все такое. Вот, а должен быть по гроб жизни обязан, с одной стороны. А с другой стороны, что я, значит, его всячески хожу и отмазываю. Ну, на, на самом деле, то есть вещи, в которых я считаю, что я не объективен из-за личных отношений, я скорее промолчу. Вот. А, и, а, и вещи, в которых могу, ну окей, могу, не буду скрывать. Вот. Поэтому, ну вот все, мне, мне вот это не нравится, Люся, знаешь, вот, честно говоря, что, а мы все такие, а вот, значит, правды нигде нет, а вот там все не так однозначно, ну не все, ну правда. Ну хорошо, не просто... все, но я, я же говорила про себя сначала. Я просто сказала, что вот у меня есть такая тенденция. Я к своим друзьям предъявляю меньше претензий, чем а, к людям, которые стоят на другой идеологической платформе. И я, конечно, понимаю сама головой, что это не имеет отношения к справедливости или а, объективности вообще. Вот. Вот, да, да. Значит, Михман прислал нам 5 евро и написал, после 24 февраля я узнал, что есть дождь, плючев и все остальные, и все, кто к ним приходит. Я из Латвии. Сука, лучше бы я вас узнал не в такой ситуации. Вы лучше. Саша, пригласи на стрим Елену Малаховскую. Ну и пломбира кому не буду. Ну, неважно. Спасибо большое. Почему нет? Вот. Спасибо, что вообще смотрите и все такое. Фарс прислал нам 5 евро и написал, девушка рассказала черный анекдот, так как очень тупая и добрые люди предлагают снять с нее кожу и надругаться над освеженным телом. Я все правильно вижу? Ну, не знаю, я не знаю. Не очень, не очень в курсе, что вы имеете в виду. Я не видел таких добрых людей. Не очень следил, можно. Ну, быть. ты, ты что потому понимаешь? что ты просто не очень отслеживал реакцию, а реакция была очень жесткая. Ты просто думаешь, что все такие интеллигентные, воспитанные дядьки, как ты, они все так выражают свои мысли. Если бы все так вносили аккуратно, как ты делаешь в стриме, то вопросов бы у меня не, не возникало к реакции публики. Но не все так реагируют. Это натуральная травля, то, что происходит. Может быть, не знаю. То есть э, э, вот Люся пусть оценит, правильно вы видите или нет? Я не знаю, я, мне не интересно было. Да, как, как правильно, Опять же, мне интереснее, как я реагирую, как реагирует дядя Вася или тетя Петя, я не знаю. Вот. А Доктор мне Шанс, интересно, прихованный... что, что испытывает при этом Лиза непосредственно. Но как бы зачем? Разве это справедливо на, в ответ на глупость устраивает человеку жесткий стресс? Ну, судите ее на скамье посудимых, не знаю, это хотя бы будет как-то в поле правовом, а так это подлинненько. Не знаю, короче, все. Доктор Шац прислал нам 400 рублей и написал, по поводу Лизы, но ну есть же еще аспект, нас бьют за действия медийных личностей, почему вы считаете, что это только про Лизу, это про всех нас, про экспатов, нам тут труднее, если такое происходит, эгоцентризм, блин, я на живой гвоздь так и не подписан, случайно увидел, ей спасибо, сильно и нам полезно сделала. Я, честно говоря, вообще ничего не понял из этого, дорогой доктор Шац, а, он уже одно сумбурное прислал нам сообщение. И мы его вот. тоже не поняли, да. да. Тоже не поняли, да. Тем более, что... И вот что интересно, что интересно. Многие же считают, что в Ютубе только уехавшие. Но Живой Гвоздь во многом работает из Москвы. И там есть люди, которые работают из-за границы. Венедиктов находится в Москве, Лиза Лазарсон находится в Москве. Вот. И сегодня, например, очень забавно. Игорь Яковенко на одном из украинских каналов комментирует скандал. Он сказал: Вот, вот это значит, это вот уехавшая часть Эхо Москвы, говоря про Лизу Тут потрясающе совершенно. Он начал это с формулировки, начал ответ с формулировки типа Значит Эхо Москвы можно вывести из, из Мордора, а вот Мордор из эхо Москвы нельзя вывести. Так там никто не уезжал даже. Игорь Александрович, может сначала разобраться, кто куда уехал, а потом уже суждение-то выносить. Вот, ну, правда, иногда, иногда для того, чтобы продвинуть свою повесточку, да, какую-то, хорошо, хороша Элиза верно да, понимаю, понимаю, это вообще не про то и не о том, и там, и дальше, там, а вот эта школа Эхо Москвы, говорит он, значит и из его слов становится понятно, что Лиза Лазарсон или Леся Рябцева это собственно ну, собственно все эхо Москвы и есть или значит все были такие как Лиза Лазерсон или Леся Рябцева это не так это абсолютно не так стопроцентно и вот например сегодня Лиза Лазарсон заменяла чудеснейшее абсолютно надежнейшее Невероятная, Ольга Журавлева, профессиональнейшая, вот. моя это любовь, эхо... моя любовь, самая любимая девушка. Я, кстати, день рождения. Вот был. Поздравляю, пользуясь случаем, но уже задним числом уже вчера. Боже, мы тебя так любим! Вот. Ты самый лучший человек, ужасно. Друг всех друзей. Да, в, вот. это, и это настоящие эхо а не лазерсоны и э, реакции. Понимаете? Но! Когда тебе нужно продвинуть повесточку, когда вот вам, Игорь Александрович, нужно продвинуть повесточку такую своеобразную, то всяко лыка в строку, я понимаю. Не Проживает про неинтересно, наверное, да? Как-то про профессионалов неинтересно. Интересно проводить. А вот ты это. про кого сейчас говоришь? Это какой-то пропагандист или кто это? Это очень известный журналист, бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Он со мной в одном а, городе. Я, я прослушивал. Да, нет, я знаю Яковенко. И так далее. Вот. Другое дело, что я сегодня слышал, и мне это было прямо. Ну, то есть, вот в моих эфирах, как бы он одно говорит, а в других эфирах другой. Мне вот это не нравится, как бы, что люди еще э, изменяют свою э, свою позицию в зависимости от эфира. Но я думаю, мы с ним разберемся в нашем эфире. Э, я думаю, что Игорь Александрович придет и ответит на все вопросы, вот, касающиеся, значит, и уехавшей части Эх Москвы, и приехавшей и все остальное, вот. То есть скажи мне, пожалуйста, я просто не следил за Яковенко сейчас. И я не знаю, может, он тоже там как Астахов перевернулся, и же много есть перевертышей. Он относится к либералам сейчас. Можно назвать его либералом? Игорь Яковенко из ну, таких довольно радикальных людей, из довольно радикальных противников Путина. Значит, я не знаю кого вообще считать либералом или не либералом, ну, это из... У него выходит подкаст, ну, не подкаст, в смысле, стримы под названием «Медиафрения», где вот прямо он все эти медиаскандалы, медиасрачи, медиаперсоны и прочее рассматривает. Вот, он довольно давний последовательный критик и Путина, и Венедиктова. Вот, что тебе еще могу сказать по, по этому ну, поводу? Больше, наверное, ничего не надо, Сашечка. Про сказать. Понимаю, как... Вот. Ну, ну а, нет, там а, сейчас это, это интересно на самом деле, потому что, а, значит, а, он давно, там, я не знаю, сюда, а, и в 2000-е годы тоже, он, а, значит, а, был а, все время последовательным критиком Путина, все такое и так далее, но... Тут проблема, что ему вспоминают, например, ему вспоминают то, что он был э, э, зав. отделом пропаганды и агитации Дзержинского райкома КПСС Москвы в 78-86 годах, например. Часто вспоминают о преподавал в московской партийной школе и открыл э, эту самую Википедию, чтобы ничего не перепутать и так далее. Тоже ему это припоминают, так сказать. Много. Так что вот это по поводу пере, перевертышей э, и всего прочего, чтобы более объективная картинка как перед глазами Скажи, вот. пожалуйста, а да. вот ты считаешь справедливую эту схему, когда предъявляют э, ошибки 20-летней, 30-летней давности? Я нет, для себя спрашиваю, нет, потому нет. что нет. я была совершенно жутким человеком 20-30 лет назад, и если, не дай бог, это всплывет, то ну, мне придется заканчивать жизнь самоубийством, потому что это будет нереально. Я была супер токсична, Даже... и если все это сейчас будет, мне страшно. И, и на этой неделе есть повод к этому разговору, потому что тоже известнейший журналист, значит, хранитель журналистских традиций и стандартов Андрей Мальгин он написал большую колонку про главного редактора новой газеты Европы Кирилла Мартынова который раньше был пресс-секретарем Росмолодежи. И мало того, что был просто пресс-секретарем, он еще и писал статьи, в которых Украина была не государством, Навальный был клоуном, ну и все такое. Вот. То есть то, что сейчас считается вообще невероятным, значит, ну, оно и, в общем, и раньше тоже не считалось приемлемым. Но если раньше он был по ту сторону, то сейчас он возглавляет, значит, одно из ведущих либеральных СМИ возгнаний. Ну вот, и значит, короче говоря, короче, короче говоря, тоже заставило многих людей вот опять же посраться по этому поводу, как бы вот у нас мы, мы как считаем сейчас, оно вот, вот то считается, вот эти кредиты, они как бы отрицательные, засчитанные, и мы осуждаем людей, не принимаем, не верим им и считаем, Настороженно к ним относимся? Нет, как угодно. Вот. Или э, есть какая-то определенная черта, после которой... Или определенные поступки человека, после которых, значит, э, как бы мо можно и пересмотреть эту историю. Мне кажется, если мы будем все время э, так или иначе э, оглядываться на прошлое, исключительно по прошлому, там, судить, следить и так далее, то, конечно, это... Мне за свое прошлое вообще нечего стесняться. Поэтому я здесь исключительно с а, таких позиций, что а, ну, насколько, это, насколько это, с одной стороны, рационально, а с другой стороны, ну, по-человечески. Потому что... Ну, ну тогда подожди, ельцам, знаешь, надо... если, говоря, если говорить о месте работы, это одно. Но неужели у тебя там в биографии нет ни одного поступка, который ты не хотел бы, чтобы мир узнал, который ты совершил 20 лет назад? Любой, не обязательно даже в профессии. Мы же говорим не только о профессии, выкапываются абсолютно все, личные разговоры, переписки. Ну, то есть, как бы, э, правда, у меня были очень некрасивые, это совершенно, у меня как раз в плане профессии это хорошее очень резюме, да, и не было никаких там темных пятен. А вот в смысле того, что каким я человеком была, да, у меня есть к себе вопросы, я была... Хорошо, скажу, как есть. Ужасно я человеком была, короче. Вот. И почему это уже произошло, это не важно совсем, но просто какие-то человеческие твои просчеты, когда вы я не знаю, грубо, грубо говоря, вот, пожалуйста, пример на, прошлый, на прошлой неделе выяснилось, что Джастин Тимберлейк, когда ему был 18 лет, заставил Бритни Спирс сделать аборт. Должен он отвечать сейчас, будучи 50-летним э, чуваком, за свои действия, которые он совершал в 18 лет. Нет. Ну, по-моему, нет да, как бы я не знаю, кто как думает. И мне на этом моменте очень стало страшно, что сейчас вот подтянут, найдут что-то, и, и мне придется отвечать. А я другой человек совсем, я ничего общего не имею с собой той формации прошл прошловечной. Вот. Мне кажется, что это вообще несправедливо, и надо прекратить эту тенденцию что-то накапывать из прошлого и продевлять. Это несправедливо к сожалению, мне кажется, будет совсем иначе. Будет прям ровно наоборот, и, конечно же, это будет обязательно использоваться. Другое дело то, что, как мне кажется, надо относиться, ну, судить людей и по нынешним поступкам, и по, ну, по истории, которая, по, не знаю, по репутации, которая, значит, складывается из всего этого. Понятно, что это тоже влияет на репутацию, какие-то откопанные, значит, какие-то откопанные... Откопанные могут быть только преступления, за которые человек не ответил. Тогда, да, вообще вопросов нет. Но какие-то ошибки простые, человеческие, мне за это только Шива может предъявить. Не какая-то публика. И, и я сама. <связывая> а, да, э, э, в, я тоже согласен с тобой. Ну как, вот понимаешь, преступление, да? Но получается по-твоему, например, да, получается, что э, за сексуальные домогательства тоже это же не преступление. Ну во многих странах это не преступление. Ну так, ну изнасилование, да, а просто приставание нет, ну не, не уголовное преступление. Вот так получается, что <связывая> и как бы. И норм, то есть вот все ты ты сейчас взяла и так вот мимоходом как бы э, спустила я просто место, считаю нет это, я, я просто считаю абсолютно честно что это преступление и мне не очень важно судят а -а -а. за это или нет ну ну поэтому, подожди да, я, тогда, тогда надо тем вы... что такое преступление вот тогда тут тут, тут есть проблемки потому что э, а то что делал Джастин Тимберлейк почему не преступление тогда Ну подожди, а разве то есть получается, что когда мужчина спрашивает, хочет он этого ребенка или нет, у него, как бы, есть только один ответ. То есть он не имеет права ответить нет. Или что? Я вот этого не очень понимаю. Нет, одно дело ответить нет, другое дело заставить сделать аборт. Мне кажется, между этими понятиями есть некоторая разница. Я бы сказал, пропасть. А, да, мне надо подробнее понять. Ну, просто как бы он сказал, что он не готов быть отцом, она обиделась и сделала аборт. Я так поняла, я, конечно, не читала книжку Бритни не вдавалась ну, в, в, в я, это все. Я дело, вообще но... понятия не имею, о чем идет речь. Просто сначала представляя ситуацию. Ты сказал, он заставил ее сделать аборт буквально. Ну, типа, сказав, что он не готов к отцовству, она решила, что она сделает аборт. Он не, не заставлял физически ее этого делать. Но, в общем, понятно, что это как бы ошибка, хотя с другой стороны... А почему это ошибка? Ну не готов ну, жил был. Вот, а Извини, что я перевела тему. Это, наверное, глупо и вообще, прости. Давай обратно. К ну, как как говорится, сами себя задерживаете. Вот. <с� -как> У нас еще впереди хорошее количество донатов. Ольга, ну интересно же. Скажи интересно. Хоть и непростой разговор. Тебе то со мной интересно? Еще как. Ольга, не, не буду так сказать перехваливать, но еще как. Ольга. Yeah какая ты конечно Ольга А прислала нам 500 рублей и написала До... вообще главное главное чтобы нашим зрителям было интересно хотя я конечно лукавлю главное чтобы мне вот а если нам с тобой будет интересно то зрители автоматом подтянутся вот каждый раз когда я упоминаю сколько осталось донатов нервно значит, реагирует наш режиссер, который отправляет нам количество. Дескать, вы там это, поворачиваетесь, ребята, значит, не то это. Нет, пять с половиной, так пять с половиной, дорогие друзья. Давайте. Я думаю, что Скажи может быть и больше. Так, вот сегодняшним темпом может быть и больше. Ольга А. Прислал нам 500 рублей и написал. Доброй ночи, Саша. Спасибо вам за Люси Люся, я вас обожаю, преобожаю. С 96 по 11 годы жила на Байконуре из русскоговорящих радиостанций. Там были только Энерджи и Серебряный дождь. Как вам работалось на станции, учитывая перемотку? Обижались ли коллеги? Блин, извини, пока ты вспоминаешь все самые смешные случаи с перемоткой, я скажу, что я однажды слышал, как Соловьев обиделся на перемотку. Я в прямом эфире это слышал, я чуть не врезался, я ехал на машине. И это было так гомерически смешно. То есть Люся делала смешной перемотку. Перемотка что такое? Это э, значит, ну, примерно то, что мы делаем в, с фантастическими тварями, только про серебряный дождь и какая-нибудь одна передача в выпуске. Там выпуск, не помню, сколько длился, минут 7, наверное. Три минуты. Вот. И сколько? Три. Три. Я все время просто Боже, залезала я... за коронаметраж. Вот, значит, она нарезала маленькие кусочки каких-то программ. Я помню одну передачу, когда я думаю, как же сейчас схватит сердце у поклонников. Это когда-то делала про Казинников. Потому что у нее же армия поклонников, она очень мобилизованная, она вообще оголтелая совершенно, абсолютно. Вот. И это, знаешь, это как, как все равно, фанаты балета они просто голову оторвут если что не так, вот или фигурного катания вот, значит и я я так за тебя боялся, когда я слушал передачу про казинника значит, а, меня боялся, а, когда я У меня Славьёва... там, я не был в России, Славьёва, <как> и его реакция. блин, это было так смешно, просто он так пыжился, он так тебя пытался как-то поддеть, оскорбить, это было так беспомощно. Невероятно здорово. Люся, это было круто. Теперь говори, рассказывай ты, как работалось на станции, учитывая перемотки. Я, я, я не слышала подробно, что говорил Славьев. Я просто помню одну ситуацию, когда я была в России, мы ехали на станцию с мужем моим тогдашним, и Славьев по радио говорил о том, что я лесбиянка, и об этом все знают, и мы вот проезжаем на станцию с мужем, Славьев выходит из эфира, видит меня, видит мужа, понимаешь, что, наверное, мы уже в курсе, понимаем, и он ко мне просто подходит к голубому глазу говорит, так, ну если у тебя какая-то проблема будет, ты ко мне обращайся. И уходит просто. И мы совершенно... Ну, на самом деле в этом был весь Соловьев. Это же два разных человека, Соловьев в эфире, Соловьев вне эфира. Я могла бы, кстати, много э, историй рассказать, которые Рудольфовича характеризует как неплохого чувака. То есть, это ну тоже слушай, такой, ну вот то, как он сделал, даже вот просто многие говорят, что вот он, значит, э, э, был э, еще там на дожде нормальный и на НТВ был нормальный, а потом, значит, при э, переходе на Россию он там типа испортил. Он всегда гниды был, ну правда? Нет, нет, он никогда не был нормальным. По нему всегда было понятно, что он э как сказать, лоббируют интересы за деньги. Как только ты вдруг 20 тысяч раз слышал фамилию, которую ты раньше никогда не слышал, ты уже сразу понимал, почему она там появилась и за сколько примерно тоже. Дело было не в этом. Дело в том, что Владимир Соловьев – это удивительное качество. Вот есть Владимир Соловьев, который по телевизору говорит, как классно, если бы ядерная бомба упала бы на нашу землю, было бы прям вот так вот. Все бы все сразу поняли, зажили бы нормально. Другой кейс в жизни Соловьев вот я уверена, знаешь, есть такая ситуация, когда лежит человек, которому плохо, и все проходят мимо этого человека. Знаешь, да, эту ситуацию. Mm -hmm. Вот я могу mm -hmm. спорнуть прямо спорнуть, что Соловьев мимо не пройдет. И как вот это вот давайте ядерную бомбу, а здесь лежит, и я ему помогу сочетается в одном человеке мне вообще непонятно. Я так и не поняла, как это в нем сочетается. То есть он. Искренне, при том, при всех наших контрах, которые у нас были, была ситуация, когда меня избили на улице, приняли за э, кавказскую женщину и дали мне в нос. Первый звонок э, после того, как я рассказал об этом в эфире, был у меня от Владимира Рудольфовича на телефон. При том, что мы друг друга прям ненавидели искренне, понимаешь? Первый звонок от Рудольфовича, который мне сказал, если что, я могу поставить на уши, всех найдем, по камерам отыщем. Я просто сказала, что мне это не нужно и, собственно, я не очень хотела быть ему обязанной за это, и поэтому не стали мы никого искать. Но факт стоит с фактом. И меня всегда, я очень много видела каких-то проявлений гуманности среди каких-то совсем вот людей, которые за войну, которые радуются, когда всех бомбят и вот это все. И как это у них так сочетается, я не знаю. Поэтому да, я Мне недавно уже звонила этот. «Непопулярная политика» или «Популярная», как она правильно называется, я не знаю. А, да. просили Да, и попросили 10 минут говорить про Соловьева. Я поняла, что если я 10 минут буду говорить правду, я не скажу то, что они хотят меня услышать, потому что я Соловьева знаю с нескольких разных сторон. вот А почему окей. я это говорю? Да. А, да, меня спросили про реакцию, да, окей. Обижались да, да. Нет, другие отлично. люди больше, чем Соловьев. Безумно до сих пор, как мы с ним не разговариваем, бежал с козырев. Просто до, ну, не боюсь этого слова, истерик. Дальше говорить не буду, потому что у меня все-таки есть надежда, что рано или поздно мы с козыревом помиримся, поэтому я не буду продолжать этот опыт. Казини как раз не, не обижался, я всю жизнь, ну, как бы я в России до а, 20-го года или там 19-го появлялась, ну, не знаю, года два я прожила в России, наверное, после школы. Я все время была где-то, я не видела никого на станции, мне иногда, конечно, присылали какие-то истеричные письма, недовольных моей критикой, но так-то я их в лицо не особо видела до того момента, как не вернулась, вот. Отлично, вот, ну, конечно, глупо было бы не сказать, что, конечно, это была моя любимая передача на Серебряном дожде, было еще Фрэнки Шоу, но я его уже не застал вживую, то есть я застал в самый конец, он за закончился, и я его слушал уже потом из интернета. А, я никогда вот не писала Фрэнке, ощущаю... поскольку я была фанатом, поэтому ему от меня никогда не, не, не доставалось, потому что у него просто никогда не было плохих программ, поэтому там говорить было не о чем. Там, там были, может, послабее, посильнее, это правда, вот, но... Ну, просто вот, некоторые я... были совсем гениальные, понимаешь, у тебя не может что, получаться да, гениальная программа каждый раз, но он был абсолютным мастером, к нему вопросов в профессиональном плане не было ни одного. Сто вот. процентов, да. Потому что это, это вот как раз, когда я все время говорю, что, ну, там, учился я у двух-трех людей. Вот ты сегодня Венедиктов вспомнил, а у меня, конечно, вспомнил, а у меня, конечно, это Матвей Юрьевич, во многом, наверное, Сергей Доренко в чем-то и а, Фрэнки, а, то есть Вадим Демчок. А, вот. Ну, а если брать их в Москву, а... то у меня, конечно, учитель Корзун еще. Ну да. Виннидик да, тоже, конечно, какой-то знаешь, ну... но Корзан был первым. Да, да. Ну, тут я знаешь, я о чем говорю? Я говорю о том, значит, у кого я прямо нахватался буквально. Вот ну, прямо те, те кого, ну условно говоря, кем я хотел бы себя видеть, в том числе, среди прочих. Да? Среди прочего, да, кто мои, близок к моей энергетике, скажем так, кто олицетворяет ведущего шоу и вообще как он делает шоу как он мыслит о шоу а, вот близко ко мне не венедиктов не корзун не ни... даже сергей александрович бунтман абсолютно гениальный шоумен, вот они просто не близки мне именно по подходу своему вот. Слушай, а... ну, я конечно здесь я тоже была фанатом даренко но вот а как ты тогда пережил эту серию программ про, на Первом канале заказных, очень некрасивых, на котором на, на которых, по-моему, его и уволили. То есть мы заказали программу, по-моему, он что-то его занесло, и его уволили быстро. вот эта серия программ на Первом канале откровенно заказная. Про, э, про костяную ногу или про что? в том числе. Что ты, виду? Да. А, да. Я имею в виду, когда да, вот был. Ден... Слушай, я же я же тебе говорю не про не про журналистику, не про а, суть там я не знаю, я тебе говорю про форму, про то, как человек относится, к, ну про хорошо скажу так а, к а, режиссерскому и актерскому подходу ко всему этому. Вот и все, я вот о чем говорю, а не про содержание и про то там что за кого и так далее про то что все они игонопольский и доренко и уж точно вадим Демчук, все делали спектакль все делали большой спектакль красивый вот э, это подход ни венедиктов ни корзун и даже ну в, в определенной степени но тоже спектакль особенно mm -hmm. вот. но, но нет но нет вот. но нет вот. поэтому я тебе говорю что мне ближе я, я вот о чем тебе говорю. Может, я просто плохо объясняю, что мне ближе по форме и по воплощению шоу. Оно вот такого рода, такого Близко к спектаклю. Вот. Слушай, ну тогда, если мы mm -hmm. говорим, кто у кого нахватался чего, тогда у меня, конечно, это все-таки не Корзун, у меня, конечно, это Черкизов. Андрей Александрович. Вот да. его этот эта короткая форма очень жесткая, такая хлесткая, после которой час никто не мог вообще разговаривать. То есть человек за три минуты ставил людей просто вот так вот. И весь мир у тебя, не знаю, все, о чем ты мог думать после трех минут Черкизова, это был Черкизов. И да, был абсолютный гений. И я, собственно же, начала, если ты помнишь, с очень коротких форматов. У меня были все время форматы 3-4 минуты. Поэтому да, моим главным учителем здесь был, конечно, Черкизов. Все-таки все давно мы не виделись и не разговариваем. Мы стрим какими-то байками и воспоминаниями делимся. И главное, друг с другом в основном, а не со зрителями, заметь. Вот. Наверное, им скучно. Так сказать, да, да Sorry. давай. Экспекта Анонимус прислал нам 10 евро и написал. Саш, а чем тебе не импонирует Лазерсон? Ты в КС сказал, что ты последний, кто будет ее защищать. А вам, простите, она с анекдотом импонирует, что ли? Я что-то не очень понял. В чем, в чем смысл? Почему ее нужно защищать? Но я, опять же, не, не собираюсь там травить или еще что-то. Вообще я эту ситуацию не рассматриваю. Мне не то, что там импонирует или не импонирует Лиза Лазерсон. Мне просто кажется, что в ну, каком-то уважающем себя общественно-политическом ресурсе с такими подходами, с такой, с такой базой, я бы сказал, лучше, лучше не надо ничего делать. Даже если ты очень хваткая, даже если ты очень... Или хваткий, неважно, тут пол не имеет значения. Даже если ты очень бойкий, наглый, и все, как хотите это назовите. Вот. Но когда нет базы, это рано или поздно всплывет. Либо в 8 миллионах людей в России либо еще как-нибудь, вот, но это, конечно, всплывает. Тут есть проблема. Вот, поэтому насчет импонирует, не импонирует, не знаю, тут не об этом же речь. Труженик из Чертанова прислал нам 600 рублей и написал «Да здравствует за стрим. Пишу на 30-й минуте стрима, он огненный сегодня, как каждую неделю». Люся, вы прекрасны. Александр, поздравляю с расширением команды Медиа Империи. Люся, вам желаю во время стрима найти супер квартиру. Чудеса тут действительно случаются. Вот, так что, может быть, найдется. Если у кого есть в Сербии квартира, которую можно сдать Люси, или Какие-нибудь. Или uh, маленький знакомые. домик. Выходы, да, вот. Имейте в виду. Uh, мы ищем, мы с, Лю с Люсей ищем, но жить будет она. А я буду в Литве. Евгений Леджиев, uh, что ты смеешься? Что за. Ты... Я смотрю на следующее сообщение и представляю, как ты будешь его читать, Сашечка. А, ну слушай, оно Удачи. традиционное. Это. Это вот тебе, да, это ты как неофит. Евгений Лиджиев прислал нам раз, два, три, четыре. Что-то всего четыре, б -б 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 поболее. Четыре э, доната по 10 евро и написал. Александр, с днем рождения. Люся, тес, это все дальше мемы. Тезка, Алексей, внутренний Майкл и Единорос, информационная Валькирия, Падра Алехандр, доброй ночи. Это я. Спасибо за твари. Редкий случай, когда любопытно их препарирование. Люся, заполняли ли анкету Навального? Важны ли выборы для вас? Есть ли кто-то из списка кандидатов, за кого вы проголосовали? Еще, как вам информационная политика КАЦА? Спасибо. Нет войне. Путина в Гагу. Слава Украине. Живе Беларусь. Амасраэль Хай. Свободу Навальному. Яшну Горину, Кармурзе, Скотеленко, Чанышеву, Пивоварову, Сафронову, Москалеву, Фургалу, Жданову, Иванову, Габышеву, Дмитрию, Пчелинцеву, Кригеру, Пичугину, Хамро Мусаева, Беркович, Петричук, Гершковичу, Талантову, Тушканову, Пономаренко, Симонову, Лепканю, Румянцеву, Барышникову, Хараидзе, Холодному, Останину, Сачкову, Бахтину, Мелконьянцу, Мифтахову, Журавелю, Витушкину, Кобзеву, Сергунину, Липцеру, Трофимову, Пономаренко, Байкалову, Курмашевой, Колесниковой, Тихановскому, обоим Бабарика и всем политзаключенным. От ней будет свободной, счастливой и теплой. По скриптам, Саша, спасибо отдельно за новую линию мерча. Нахожусь в муках выбора всех вещей с принтом по ТРБ. Да, спасибо большое. Вот видишь, как ты справился. Итак, пойдем по вопросам к тебе. Заполняли ли анкету Навального? Нет. Важны ли выборы для вас? Да. Есть ли кто-то из списка кандидатов, за кого бы вы проголосовали? Ну, ты видел вообще список Навального? Вот это, ты там есть кандидаты? А, в списке Навального есть кандидаты? Нет, не видела. Ну, в, у, у Навального там. Ну, не видела, сейчас не полезу. И еще, как вам информационная политика Каца? Мне Смотри, понравилось как... его предложение, и дико жалко, что его все. Затравили. Можно сказать, Каца что затравили, катся хотя бы затравили. Да, как затравил вместе со своими этими ботами. Как затравили, его затравишь, десять, там и слезешь. Не знаю. Мне казалось, что слушай. Я вот не хочу говорить об этом. Я очень плохо знаю этот вопрос. Сейчас сяду в лужу. Не хочу. Правду, можно не буду отвечать? Но Окей. мне как а, симпатичен. Очень. Окей. Okay. Если кому okay. интересно. Я бы не стала okay. за него голосовать, естественно, но... Почему? Почему, естественно? Понимаешь, Саша, мне кажется, что все политики, которых я вижу и знаю, живые, важно, были очень симпатичными люди, которых нет в живых. Так вот, все okay. политики живые, которых я вижу... А мы говорим неприличные слова? Пожалуйста. Ну, в общем, они все мудаки какие-то. Вот. Есть преступники, но я считаю, что преступники-диктаторы это не политики, у них уже все, другая профессия. А ни одного живого приличного политика я просто не знаю. То есть, мне. Вот, был президент Уругвая, Хосе мужик, хороший был политик. А больше никакого хорошего политика не знаю. Все ставят интересы человеческой жизни на последнее место и ставят на первый интерес страны. по-моему, это какая-то такая... Подожди, судя по тому, я просто спрошу, уточню, не хочу тебя никоим образом там, знаешь, это самое как-то переспорить или еще что-то, просто уточню. Судя по тому, что ты это относишь и к Кацу, ты же в вопросе о нем это отвечаешь. То получается, ну, что политике, ты туда причисляешь. Да-да. Ты туда причисляешь и э, Навального, и Яшина к мудакам. И, знаю, а, ты слушай, ты ну какой? это очень. Я имел в виду политиков, которые все-таки находятся у власти, они сидят в тюрьме. В тюрьме сидят А, 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 тюрьме а, чему, в... а как сразу а находятся у власти? Ну, сейчас нет, но он же входил в Думу. Он же входил в какой-то нет, Навальный нет, никогда. Нет. Нет, в Москву его не он, было. Он, он был муниципальным депутатом когда-то, очень давно. Это даже не власть, а он даже не входит в вертикаль власти Не входили на тот момент. Потом стали входить. Хорошо, ты хочешь сказать, что Максиму Максим Кац на первое место всегда ставит не интерес страны, а интерес человека отдельного? Понятия не имею, Про я не об этом. Нет. Спать? Нет, нет я совершенно. Же об этом. Но не то, что... Понятия не имею, вот, нет, слушайте, я, я-то, опять же, последний человек, который будет выгораживать каться откуда-нибудь, все это знают, вот, но дело не в этом, мне просто интересен принцип, по, по, по которому ты, я же, я тебя изучаю, не каться. Ты не изучай меня по кацо, потому что я ничего о нем не знаю, что мне меня по то изучать, дай мне время, я могу его изучить, и у меня очень поверхностно о нем знание и мнение, соответственно, но он... Окей, okay. хорошо. Uh, да. ну, ну, просто как мне неудобно, него... что я назвала мудаком. Это действительно какое-то слишком сильное для него слово. Uh, наверное, стоит его взять обратно. Но я, конечно, не имела в виду, что Яшины Навальный, я не имела в виду, что они политики. К сожалению, они сидят в тюрьме и не имеют никаких прав. Это как раз и... Ну нет, сейчас сказал, сказал бы вообще фигню. Короче, сори, не пойду туда, okay. извини. Так вот, понимаешь, я вот о чем и говорю, что разговор это хорошо, потому что мы в разговоре, ну, пришли к чему-то, че, с чем-то разобрались, ты там сказал, я там не права, или там наоборот настояла бы, я права. Вот когда люди э, стесняются говорить, это я к одной из своих реплик возвращаюсь, э, и вот тут, когда люди стесняются говорить, и возникает самое большое не, 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 недопонимание. Мне кажется, все можно проговаривать, спокойно, нормально, как мы сейчас, интересно же. Вот. Значит, Александра прислала нам 30 фунтов и написала «Спасибо за вашу работу. Что вы думаете про скандал с «Медузой» и фильмом и про использование термина «травля» в контексте этого обсуждения, если еще не обсудили до времени доната? Нет войне, свобода всем политзаключенным». Мы все обсудили. А где там была «травля» кого? А, «Медузы» в смысле? Да, да. Ну, Ты использовала «травля», по-моему, для описания Лазерсона, многие использовали на случай с Лазерсоном. А многие использовали слово травля для описания того, что происходило вокруг фильма. Вот все. Я считаю, что ни mm -hmm. там, okay. ни там, по большому счету, никакой травли не было. Вот. Э, Анна прислала нам 400 рублей. Александр, пожалуйста, сделайте мерч еще в других цветах, не только в черном и белом. Филс uh, Рейнмен, uh, я про русский магазин. Хотя бы в сером еще. Черный не ношу, белый тоже будет непонятно, куда надеть. И если серый будет, куплю все. Спасибо большое за донат. Это же не наши, не, не то, что мы там это такие черно-белые, монохромные вообще. Вот. Чего в магазине есть, то мы и ставим. Вот. Будет, будет, поставим самые разные модели. В зарубежном магазине там, видите, разноцветный есть. Он там 5 дает вариантов. Мы 5 и ставим. Вот. А в российском что есть, то и, то и ставим. Очень надеемся на расширение ассортимента. Ольга прислала нам 500 рублей, написала «Саш, вы всю дорогу говорили, как вам тяжело читать, и тут вдруг на Breakfast шоу вы сказали, что сейчас читаете какую-то книгу. Стало интересно, какую. Люся, а как у вас с чтением? Что... Есть что-то прям любимое?» К сожалению, я не могу сказать, какую я книгу читаю, она еще не вышла. Человек, который мне дал ее почитать, и, кстати, вы его знаете, не уполномочивал меня, чтобы я распространялся об этом. Я думаю, что мы вместе с ним расскажем об этом в Breakfast шоу как-нибудь. Вот. Книжка интересная. И, значит, она художественная, это билетристика. Вот, понимаете, когда тебе знакомые люди присылают, довольно трудно как бы сказать, что тебе некогда, и я пытаюсь урывками. Я тут летал вот в Берлин, и в самолете начал читать, и вот теперь урывками тоже я знаете, готовлю фу шоу и довольно часто поздно ложусь, но все равно там пару страничек хотя бы, вот. Она еще и небольшая, я думаю, скоро дочитаю. Но я все равно очень медленно читаю. Люсь, как у тебя с чтением? Есть что-то прям любимое? Слушай, я стала себя заставлять, потому что это какое-то позорище, вот это вот то, что тысячи, миллионы людей говорят, советская школа отбила у нас желание читать. Я считаю, что свои, свои фокапы нельзя ни на кого скидывать, и надо как-то с ними работать, поэтому я заставляю себя читать. Прямо сейчас я читаю Мемуары Шпейра – это такой был архит... главный архитектор Гитлера, который позже стал занимать какую-то военную должность. Достаточно полезная, хоть и очень скучно э, написанная книжка, но да, особенно в связи с тем, что я, чем я занимаюсь сейчас. Мне, в общем, да, она нравится, она полезная. Слушай, Саша, а можно тебе задать практически личный вопрос? Мне просто интересно. Да, сейчас пожалуйста, я единственное, что скажу. Подожди, подожди. Я единственное, что тебе скажу, что в этом смысле, может быть, тебе будет интересно прочитать книгу Олега Нестерова, если ты не читала, 8-го года. Олег Нестер, музыкант, понимаешь, да? Коми? Да, да, Метаполис. Вот. Да, да. Филь... Книга называется «Юбка». Это про свингующую молодежь в предвоенной Германии тридцатых, которые э, конечно. Работают... конечно ты читала? конечно они же Все. назывались Все. я не читала книжку Олега, но я знаю прекрасно про это явление, потому что это же было не в последнюю очередь музыкальное явление, да а вот а, про да, музыку да. я. Раз, то, что касается музыки, я знаю, неплохо вообще все вопросы. Почитай а, книжку, тебе понравится, я уверен. А, есть очень хороший фильм про них. Есть очень хороший фильм про них, где играет, по-моему, если я ничего не путаю, а, Кристиан. Бэй, 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 как зовут его? Мой, мой, мой любимый розер Кристиан. В общем, Вы? хорошие актеры там играют, который играет американского психопата. Простите меня, пожалуйста, у меня с головой проблема, я не помню фамилию. Ну, в общем, фильм хороший. И, и да, я первый раз так. У них же был еще эм, слоган Свинг Хайль», я помню. Потому что М -м, у них красивый, главным, да. главным, главным а, танцем да, был свинг. Я прекрасно помню, их отличные. Я не знала, да, что но Олег написал может... про это Слушай. Нет, просто у Олега художественная книжка, и она там немножко фантазийная, конечно. То есть она на основе вот этого, там она, почитай. Просто это не как бы, но ну, она... Не, не про реальность, скажем так. Вот, она просто на основе а, вот, этого, вот этого сюжета и а, значит, этого места, этого шпеера там и так далее. Вот, и про да, скажи, фишка. пожалуйста, как твои гости справляются с никотиновым голоданием? А, ну, мы предпочитаем не курить в кадре, конечно, но ты можешь отойти, это все, все, всегда можно отойти, покурить или Нет, еще что-то сделать. Терпеть. Нет, я буду терпеть. Я... Я... Давай <связь> Нет, ну смотри, я-то справлюсь, если что, у меня есть о чем поговорить. Почитаю донаты, которые непосредственно мне ä, были. У нас еще дохрена донатов, но мне нравится на самом деле. Давно такой атмосферы, конечно, не было. Натали прислала 400 рублей и написала, Саш, спасибо, что открыл мне Люси. Слушая, слушая обсуждение Лазерсон, вдруг обожглась мыслью, как же нас жизнь побила. Две войны, в одной мы практически виноваты, а мы уже в состоянии говорить про эльфов и разделение мусора. Это никак не обвинение, это а просто такая вот печальная констатация. Эльфы и разделение мусора это довольно частые темы, которые были у нас до войны на э, стримах, ну могут могут ли э, чернокожие люди играть эльфов, это вот была большой большая дискуссия по этому поводу и э, нужно ли нужно ли э, разделять мусор, вот тоже э, довольно часто много копий было словно несколько стримов было этому посвящено прям почти. О, я бы с удовольствием поучаствовал. я прям могу это же про кино же, я же могу не, не залезаю в Википедию смотреть, кто кем работал Кац, понимаешь, ответить на эти вопросы. Я сейчас очень переживаю по поводу Кац, потому что ненавижу садиться в лужин, и я действительно ни черта не знаю про русскую политику. А Кац 25 Забей. лет назад это... понимаешь не было. Ну, как забить? Сказал это... опять в в эфире. Блин, дура тупая. Все нормально. Ладно, Пер... хорошо. Перестань. Во-первых, слушай, ну, во-первых, ты это, ты это рефлексируешь. То, что э, как бы. Ты говоришь, а потом это твое мнение, ты не претендуешь на то, что истина в последней стадии. Это не Проблема... мнение, это глупость человека, у которого. Нет, мнения, потому что у него информации нет. Он сидит и говорит: это срочно я лонг Grid писал Привет. про химию, понимаешь? Я не знаю, ты что это вообще ты только что, ты только что это же произнесла, произнесла. Все, ну что, ты считаешь это глупостью. Все, какие вопросы тебе могут быть? Не ну, может абсолютно. быть мнение у человека, который ничего не знает от предмета спора, понимаешь? Поэтому, как бы. Короче, ладно, я буду просто в следующий раз все. говорить и Елена, Елена Дитрих, это, Елена, это ужасно трогательная Люся, правда? И все бы такие были, цены бы не было. Елена Дитрих э, прислала 5 долларов и написала: Привет, Александр Плющев. Спасибо за то, что познакомились с Люсей. Я в восторге от нее. Я тоже хотя познакомился очень давно. Никит Тихонов прислал нам 2000 рублей и написал: донаты или донаты такие вы хорошие, живут благодаря каналу. А Люсе респект за новые, свежие, яркие, красивые красивые ноты. Вот. Разноцветные. Да. Какой там душистый самоса, да. Вот. Вениамин Белкин. Огромное спасибо Люсе и Саше за фантастических тварей. Успехов Люсе в жизни и работе. Вот тебе, пожалуйста. Тем не менее, пятый. Пятый час в стриме, да, вот не это самое. У Саши Телеграм не дают отправить сообщение. Да что вы врете? Ну, не врете в смысле, а неправда. Значит, есть, есть у меня обратная связь, но, значит, вид Михайску хочет связаться, помочь, все. Не буду читать ничего. Да, но просит не читать а, полностью его сообщение. Все, я не прочитал. Павел Волков а, прислал нам здесь... Э, короче, а как, как связаться с Сашей или Люсей? Напишите на плюшев собака gmail.com или э, в обратную связь telegram. Еще раз посмотрите, там есть обратная связь. Правда, откройте инфоканал и там есть обратная связь. Или э, напишите, э, я не знаю еще куда, куда-нибудь еще. Вы в Инстаграм хотите напишите. Вот в Инстаграм еще можно. В Фейсбук можно мне написать. Куда угодно. Павел Волков прислал нам 10 евро, а, ну это супер стикер, спасибо большое. Орфей, 400 рублей. Люся, а может быть, а может быть сейчас Владимир Владимирович с Алиной в домино играет? Так мило, пусть дальше войну идет. Я честно говоря не понимаю, почему это. Это мем опять? Нет, 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 это, это, ну как? Я понимаю, в чем тебя упрекают, в том, что как бы, но я, я не понимаю, почему, что. Если люди милые, то им все... Я не очень понимаю. Ну, черт возьми. Пожалуйста, выясни, Мне кажется, То даже Алину не называет Владимиром Владимирович милым? Ну ладно, не будем. Эрик Черных. Ну, люди часто, к сожалению, слышат то, чего вообще не было и близко. Вот, это знаешь, это как, как, сегодня, как сегодня на программе у нас на ключевых событиях Максим Трудолюбов. А, что-то я я уж не помню про кого он там говорил короче а, то, может там про явлинского не не помню что там было такое что вот значит а там была такая была такая фишка что значит, мы фантазировали, что Явлинский мог, мог Путин-то убить, вот, если Путин умер, если из этого исходить, вот. и все такое, вот, и, значит, дошло до того, что вот Явлинский или подожди, или не я уже все забыл. Короче, в общем, кто-то, допустим, Юлинский, допустим, это был Юлинский, неважно, значит, станет, станет будущим президентом там, и покажет нам еще хуже Путина. Я говорю, отлично, то есть Максим э, Трудолюбов, Получается, выгораживает Путина и хвалит Путина. Он же говорит, что есть кто-то хуже. Значит, Путин лучше. Ну и все. Вот так люди тоже переворачивают. Извините, плохо изложил, но уже, в общем, время извиняет. Так, Эрик Черных, добрый вечер. Каюсь, едва не забыл простым, пока готовлюсь к своим завтрашним дебатам. Хочу выразить благодарность за фантастических тварей и их, и в связи с этим вопрос. В книге были разные виды животных: нюхлер, взрывопотам, пикирующий злыдень и так далее. А какие названия дали бы вы тварям пропаганды? Слушай, недавно э министр по-моему, экономики. Но ну, извините, пожалуйста, правда, меня за это все. Я очень мучаюсь. Их так много в моей жизни появилось в последнее время. Он дал классификацию бизнеса: там были хрю. Что там было? Хрю. Ты, ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Министр экономики, по-моему, сказал, что у него был какой-то знакомый раньше, в 90-е, который дал классификацию русскому бизнесу и поделился на три части. Есть, значит, хрюки, какие-то хрюкики, есть... Неужели это, мне кажется, только ленивый не посмеялся над этим тебя найти эту новость? Как ты пропустил вообще? Найти тебе ее? Давай. <связывая> 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 Сейчас. В общем, твари я разделила бы на эти три группы. Ты пока читай другой стрим, я найду эту новость. Читай другое сообщение. Сашка, ты здесь? Да, да. Я что, говорю, ты читай другое. другое сообщение пока что. Да, я пока найду да, тебе да. эту ага. классификацию. Хорошо. Вера Матиус прислал нам 10 евро и написала, Люся, посмотрите балет «Лебединое озеро» на экране телевизора. Спасибо за стрим. Мне кажется, это пожелание. Хочу уже пожелать посмотреть Спасибо. балет «Лебединое озеро» на экране телевизора. Да. Супер стикер от Алекса 1933 с тремя канадскими долларами. Вид Михаэску 10 фунтов. Это что-то они между собой там переписываются в суперчате. Леонтия Альмедиа, обсудите операцию в Газе, обсудили. Альмейда Сайлент Сапа 600 рублей. Люсь, доброй ночи. А можете рассказать немного о себе? Как так получилось, что вам не знакомы ни Соловей, ни Лазерсон, ни вообще российская действительность? Но ну, мне кажется, весь стрим уже это обсуждается, в смысле, объясняет нет. Почему? Просто на самом деле я еще помимо прочего, жила долго в странах третьего мира в многочисленных. Черт, я не могу найти эту классификацию. Теперь, теперь надо политкорректно говорить: страны глобального юга, и то ни но мне говорит, что это не политкорректно. Прикинь. Глобального юга. Да. Страны глобального юга. Независимо от Страны третьего от того, мира я... очень обидно, потому что подразумевают, что есть первый мир, второй и какой-то значит отбросовый третий. Вот. А, а надо говорить теперь, чтобы было политкорректно. Страны глобального юга, но... Но есть, видимо, движение. Возможно, в нем состоит исключительно только не "но", я не знаю. Вот есть уже определенное движение, которое говорит, что и это не политкорректно. Потому Слушай, что я готов свой язык менять, как скажут. Я вот готова перестать говорить "третий мир", потому что я очень люблю, мне очень нравится, как развивается язык, мне очень нравится, что какие-то слова нельзя говорить, я всегда понимаю, почему их нельзя говорить, я с удовольствием буду... Перест... Если, если мне доступно объяснять, что не так с третьим миром, потому что мне кажется, третий имеет в виду самый бедный, только с этой точки зрения, и тоже с точки зрения того, что они отбросаны. Если Нино считает иначе, я, честно говоря, Нино-то верю больше, чем себе во многих вопросах. Несмотря на то, что мы знакомы а совсем мне, немножко. А, а мне кажется, что, что, это, что, это, что это, ну, некоторое перебдение в том плане, что, ну, глобальный юг как раз был придуман для того, чтобы избежать деления на миры первый, второй, третий. Я не вижу тут вообще ничего политкорректного. Вот. А, как бы чем, чем глобальный юг хуже глобального севера, например. Ровно причем ничем. Просто, а, так сказать... Uh, ну, вот, я нашла, ура, ура, я нашла. Uh, крысить, хрючить и копытить. Неужели ты не слышал это знаменитое, то, что сказал Белоусов? Ты не слышал это, правда? Нет. Что Значит, было первый вице не премьер Андрей Белоусов на пленарной сессии экспортного форума, сделанного в России, поделился придуманной его знакомым в 90-х годах классификацией бизнеса в России. Их три группы – крысить, хрючить и копытить. Окей. Крысить, по его словам, расшифровывается, как налетели, съели, побежали на другую кучу. Хрючить значит, корыты есть, и все припадают к нему, отгоняют друг друга. А копытить он подразумевал ситуации, когда олень из-под льда выбивает кусочек ягеля и долго стучит копытами. Вот вам краткая классификация фантастических тварей, пожалуйста. Окей, хорошо. Да, отлично. Ну, не очень Поехали смешно дальше. получилось, но это потому, что я долго искала Белоусова, хорошо. Да нет, дело, дело, не в этом. Я просто вообще не очень... Я же, я же не смотрел фильм, поэтому я вообще не в курсе. Вот. Понимаешь, ты, ты не знаешь, что такое Соловей, а я не смотрел «Матрицу», поэтому... Ну, например, среди прочего. А при чем ты ну, матрица, Я... Подожди. Ни при чем, совершенно. Я имею в виду, что многие классические вещи, в том числе и фантастические твари, они прошли абсолютно мимо меня. Вот, не но а, меня а, говорит, Так они за... прошли, и мимо... Они прошли и мимо меня тоже. Мне пришлось смотреть их а. не, далее, не далее как неделю назад, потому что я смотрела первую серию. Естественно, как вы понимаете, я еще не помню из этой первой серии. Я посмотрела все три части. Конечно, очень как это сказать, чтобы никого не обидеть поверхностная жвачка, просто даже обидно иногда что такие деньги тратятся на такое неучащее совершенно ничему кино. То есть если в гарри поттере например, можно чему-то научиться и какие-то мысли, которые можно подумать потом и ребенку и взрослому вместе. А, то фантастические твари такой возможности тебе не оставляют. Ужасный совершенно Джонни Депп, который, по-моему, весь все съемки был абсолютно бухой. Хорошо, что его заменили этим Матсом Ганнибалом. Он, по крайней мере, актер приличный. А Джонни Депп совсем скурился, к сожалению. Ну да, там Донни только эти Депп... фантастические твари замечательные, но они там действительно хорошие. У нас-то они прям. Твари, как твари. Угу. А, извините. А там они безумно симпатичные. Поэтому у нас не совсем получается как в книжке, ну и как в кино. Окей, okay, продолжаем дальше. Так, поехали дальше. Фу -фу -фу. Усатый истребитель. Усатый истребитель. Два доната по 5 евро. Вы часто обращаетесь к публике, обвиняете в чем-то, порой типа, вы же просите этого человека, и вы же смотреть его не будете. Я постоянно офигеваю от этого обобщения. Понятно же, что это разные люди. И как вы их кучкуете в одно и делаете из этого выводы. Вот или про Кани Веста. Говорите, никто просто мимо не проходит, если не нравится творчество. Ну вот, я мимо прохожу и не лезу к Кани с своим мнением. Где я в вашем обращении? К какой выдуманной публике вы обращаетесь? Правда немного наболело. Ну наболело, что могу сказать, бывает. Вот. А, а, да, я пропу я пропускаю некоторые незначащие донаты, mm -hmm. которые, в смысле, а, а, на которые мы были, уже ответили, ну или ответили или к, которые скорее были как реплика, мне брошены в нужный момент, сейчас них не имеет смысла. Но спасибо Леонсио Альмеди за очередные 60 шекелей. Мне просто тут режиссер постоянно напоминает, что я пропускаю донат. Правильно делает, абсолютно. Спасибо большое, Денис. Ну вот, но я в данном случае делал это сознательно. Так, так это вопрос а, к себе. Почему а... ты винишь публику, и я как раз на нем сейчас отлучусь, Можно? Ты пока отвечай. Да, отлично. Ну, на, на самом деле я даже не собирался особо отвечать, но поскольку Люся отлучится, я объясню, ну как я это понимаю. Слушайте, ну я все, все время в постоянном диалоге с публикой нахожусь, значит, обобщение там невозможно без обобщения, когда ты обращаешься к людям. И, конечно, когда ты обращаешься, ты обращаешься к тем, которые к тем людям, которые э, что-то делают. Ну, в данном случае там э, что там не проходит мимо э, не проходит мимо Каньи Веста или еще что-то. Вот ты обобщаешь по их признаку, что вот по признаку этой общности. Вот, а так э, как, каким образом? Как мне еще поговорить с людьми? Вот. И, ну, в этом и некоторый элемент вот вам там наболело, я не знаю. Нет, если это вас раздражает, то я ничего не могу с этим сделать. Я этого не прекращу делать. Это, собственно, мой, так сказать, мой стиль. Вот. А если наболело, ну что, найдите людей, которые не делают так, которые заигрывают с публикой, которые ее там холят, любят и так далее. Вот. Я не то чтобы хейтил, вот, но иногда я могу и задать неприятные вопросы. И понимаете, еще в чем дело? Я задавая эти вопросы, я всегда их задаю и себе тоже. То есть я в среде этой публики, я там же, я в этой же комнате нахожусь. Вот. А у меня все, все вопросы неприятные, которые я задаю вам, я их задаю и себе тоже, в том числе. Когда мы говорим об Абрамовиче, мы в большей степени говорим о себе, как известно, из ставшего классическим фильмом. Вот. Да, Виталий Ильич, правда? Конечно, так, конечно. А может... И когда мы о Путине говорим, мы тоже о себе говорим. Да, продолжаем. Значит, Александр Смирнов прислал нам 10 долларов. Саш, блядский YouTube стал вставлять рекламу в стримы. Проверь, пожалуйста, может, можно как-то обозначить паузы для них? Смотрю из США, Люся классная. Я не помню, настраивается это или нет, но, слушайте, ну мы на этом зарабатываем, это тоже наш вид заработка определенный, и мне кажется, вот, ну, это можно как-то потерпеть или купить премиум, тем более, что вот вы сейчас нам прислали цену месячного премиума, прямо буквально. Я понимаю, что лучше потратить на нас, чем на YouTube премиум, тем более в Америке это как бы... Вот. Но, так сказать, ну, уж хоть это-то. Да, рекламу в стриме можно вручную вставлять, но уменьшить никак, пишет мне режиссер. Вот тем более, что мы на это и особенно повлиять не можем. Но в любом случае, слушайте, я вот удивляюсь, там у условного какого-нибудь Максима Каца миллион какой-то рекламы, за которую вот за... У меня у меня бы с говном съели за такую рекламу, а там ничего, нормально, все радуются, еще говорят, а что ты рекламу не размещаешь, вон у Кацы сколько. Вот, так вот. Я очень надеюсь, что по мотивам моей глупости по поводу Кацы будет сделан какой-то мем, ну должен же какой-то мем быть. все уже забыли, что ты сказал, вообще никто даже особо толком ты не понял. Вот, что ты, ей-богу. Я же так сказал, что я не понял даже, что я сказал, Молодец вообще, Люська. Да... Вот, значит, э, вот, ну извините, что так происходит, я бы просто, слушайте, правда, на вашем месте, если вы из Соединенных Штатов, мне кажется, 10 долларов или сколько он стоит сейчас, 11 там, долларов в месяц, э, и это удобно, просто удобно, нет рекламы, можно открывать в разных вкладках и фоном в на мобильном устройстве, слушайте, премиум, это удобно и всем хорошо, и вам удобно, и нам какая-то копеечка капает, вот, здорово. Совет вам. Так, Алексей 44, но ну вот только про Лизу спросить хотел. Ну ладно, доброго эфира, может позже песня момента будет. Алексей 44 просто нам присылает не просто 400 рублей, а еще и какую-нибудь песню. Иногда я их даже пою. Леонсия Альмейда еще 60 шекелей утверждает, что Соловей работает на АП с несколькими э, смайликами. И тут, кстати, большой вопрос, работает ли он на администрацию президента или на Александра Плющева, например. Потому что и то, и другое АП. Остроумный, верно? Нет, я над этим смеюсь. Я просто расшифровала бы АП как Associated Press. То есть я даже не поняла, что это администрация президента. Я так удивилась, что Соловей работает на Associated Press. Я думаю, ничего себе уровень вообще у человека. Как это так ему удалось? Извини, пожалуйста. Мой вопрос, если что, был к аудитории скорее, а не к тебе. Ну в твоем лице и к аудитории тоже. Усатый истребитель прислал нам 5 евро и написал, вот или про... А, это вот как раз вторая часть, я ее читал. Опять Леонси Альмейда, опять 60 шекелей, Люси Медуза антисемитская, видишь, пишет из Израиля. Леонси Альмейда также нам прислал еще суперстикеры, еще 15 шекелей, еще 30. Елена... Да, спасибо большое, Леонси, дорогой. Елена прислала нам 600 рублей, написала спасибо Люси Грин за Люсю Грин, а Саша за знакомство, спасибо вам. То есть Саша, а... за, за Сашу мы не скажем спасибо? Да ну, это уже миллион раз сказали, хватит уже, uh -huh. сколько можно. Дмитрий прислал нам 10 евро, написал, спасибо за Люсю Грин. Люся, вы делаете хорошее дело, делаете это хорошо, спасибо большое. Смерть Путина прислала нам 400 рублей. К вопросу Лазерсона и ее травли. Скажите, а против травли Симоньян вы станете выступать? Стоит вы не станете, а стоит ли выступать? Или против травли Соловьева? Или это не является травлей? Иначе говоря, где то грань, когда человек совсем мразь или просто оступился? Если мразь, можно спокойно или в принципе нельзя опускаться до их уровня и травить? Смотри, я никогда не травлю ну, может быть, Соловьеву потравливаю чуть-чуть, но я никогда не буду проходиться по внешности, Мар Маргарита Симонян. Э я никогда не буду обсуждать там, я не знаю, фигуру Соловьева э и никогда не позволю, надеюсь, что они меня не доведут до такой степени, что я над ним буду... Э Какие другательства произносить в их адрес? Да? Я себе не позволяю такого, но я, чтобы было понятно, я совсем недавно, несколько лет назад, была бы среди тех, кто нападал бы на Лизу Лазерсон. Мне просто, если честно, в какой-то момент надоело так жить. Мне надоело быть частью какого-то пространства, которое нападает на человека, который совершил ошибку и как-то вот его массово гнобит. И я рада, что я перестала так жить. Вот. Мне стало легче намного. Um, ну, мне кажется, я не говорю, что... Опять... Я, не говорю, что ты, я не говорю, что ты травил ее. Ты как раз-таки все по форме сказал, не, при, не придерешься, да, а, к тебе. Я, я, я Но... на свой счет не воспринимаю, нет. Да, но э, какие-то выражения типа овца и вот эти, которые я уже говорила раньше, употребленные в адрес женщин, даже которые вам очень не нравятся, неважно, симонял, лазерсон, оно ставит еще вас ниже их, просто помните. Uh, вот, хорошо. Значит, uh, ну, тут вопрос к обоим был. Я вообще не считаю травлей uh, как бы публичная полемика. Другое дело, что да, вот, uh, условно говоря, там есть же буллинг, uh, вот, есть uh, сталкинг и все прочее. Вот, не хочу мешать все вместе в одну кучу, но, uh, ну, если ты выражаешь мнение, особенно по публичной позиции, то, конечно, это uh, Вполне допустимо. Почему нет? Если ты, если ты пишешь, вот как здесь в чате пишут: пусть твои дети умрут, то ну да, это буллинг. Вот. Хотите травли называть? Это мне так написали? Ну, нет, нет, это пишут, что. Вот смотри, написали в чате. Например, писать: пусть твои дети умрут, нельзя ни Симонян, ни Соловьев. Вот. Безусловно. Безусловно опросить людей, можно ли писать Соловьё вот такое и можно ли писать, ну, там, условно, Навальному, я не знаю, какой, у кого будет больше процентов, вот. Но мне кажется, что ни тому, ни другому не, не стоит этого делать, ну, просто потому, что это не, ничего кроме ненависти не дает хотя в иных случаях, наверное, люди скажут, что и ненависть хорошо, например, если война. Леонси Альмейда прислал нам 60 шекелей и сказал «Люсь, мы все порядочные, но политики уж точно ближе к подонкам». И это было еще до того, до того как разговор зашел об мудаках. Какие проницательные все-таки зрители у нас. Вика Днепр прислала нам 5 евро и написала «Александр, у вас талант собирать вокруг себя потрясающих женщин с большой буквы «Ж». Uh, так написано, с большой буквы Да. Люся, прекрасно! батя Алехандро, вы даже не подозреваете, сколько людей вы спасли и спасаете своей позицией империи, своей человечностью, и, конечно, юмором. Спасибо лучше. Спасибо большое, Вика. Особенно приятно, что э, это э, из Днепра. И ну, как бы неприятно, не то, что не столько приятно, сколько это, ну, какой-то аванс. Большой аванс и доверие. Спасибо вам большое за это. Я постараюсь. Все возможно сделать. Белка, Дегу, или Дегу? Я не знаю, как правильно читать. Семьсот рублей. Саша Люси, спасибо за стрим и за твари тоже спасибо. Пожелание Люси укорениться в медиа империи у уютного домика в теплой России будущего. Вопрос всем есть ли книги, фильмы, сериалы, группы, альбомы, которые часто перечитываете, пересматриваете, переслушиваете, кр кроме депеш-мод? Этот, этот, твой мемасик, Это твой мемасик, ты что, депешмот переслушиваешь? Ты пытаешься там что-то новое знают, найти, я... что в 90-х не услышал? Да, все знают, что я люблю депешмот и ездил на их концерты, все такое. Ты О, правда любишь депешмот? Я... Да, Извини, пожалуйста, так смешно. Я просто недавно... Мы вчера зашли в какой-то очень модный Белградский винильный магазин, и я дико возмущалась, потому что там был один депешмот. Я не понимаю, как в модном магазине может преобладать депешмот, потому что мы, конечно, все любим депешмот, но это крайне не модная группа в 2023 году. Извини, пожалуйста. Слушай, ну погоди, нет, ну помимо, значит, моего фанатства и всего прочего, вот тут разговор помимо депешмот, а мы про, про депешмот поговорим назло. На зло перечитывайте. Сериалы перечитывайте. Секунду, да, я тебе скажу. Просто не могу, как, как не только как фанат, но и вообще просто объективность. Объективности ради. Погоди, погоди, но а ты последний альбом слышала? Саш, нет, извини, пожалуйста. Я считаю, что это очень неактуальная музыка. А зря. Прости. А зря. Потому что я считаю, что вполне себе более чем актуально. Вот. Ну, окей, хорошо. Как бы можно, так сказать, и чтобы Рубинович напел есть ли книги, фильмы, сериалы группы Альбома, которые часто перечитываете, пересматриваете, переслушиваете? Вот. У меня нет. У меня нет. Но я просто иногда по желанию пересматриваю кино. Я недавно получила просто невероятное, причем, честно говоря, я даже не думала, что я его получу. Я просто вспомнила, что одним из первых фильмов, который произвел на меня в детстве огромное впечатление, был «Иствикские ведьмы». И я подумала, а что будет, если я его сейчас пересмотрю? Будет ли такое впечатление? Было даже больше. Это потрясающее кино, совершенно не несмотря на то, что там ну, смотрящиеся несколько по-детски спецэффекты, это никак вообще не мешает, он смотрится прям на ура. На этой неделе я хотела пересмотреть «Полет в дом кукушки». Я его просто недавно перечитывала первый раз на английском языке и подумала, что хочу его посмотреть на английском языке. Там мне показалось несколько. Ну ладно, не буду говорить даже. В общем, ладно, скажу, можно, да, сказать еще на минуту, или наш режиссер будет ругаться? Конечно, Конечно не, не будет. Он, а... уже, он, уже он уже предложил тебя вывести за, <с Broadway> из эфира, за неуважение нигде депешмот. В общем, Кизи и шахте, прекрати орать, пожалуйста. Кен Кизи, есть, когда ты читаешь книжку у Полега дом Кугушки на английском языке, ты замечаешь, что он всех черных персонажей называет там не просто черный, называет там blackness, что дословно значит чернота. И у меня как то прокралось, значит, сомнение по поводу того, не было ли, значит, Кен Кизи расистом. Я тоже набрала своего знакомого американца, который участвовал в первой волне хипарей, и все об этом знает. И что Думал, он мне сказал, что Кен Кизи был расистом, что это была какая-то свойственная первым хипарям тема э, как бы бороться за права индейцев, но тем не менее в то же время не, не любить афроамериканцев. И, в общем, это никак не повлияет на мое отношение к книжке, потому что мы из нее вынесли то, что вынесли, но все же осознавать, что Кенкизи был расистом, это очень неприятно. Так, ну, насчет того, что там переслушивать, не переслушивать, я не переслушиваю альбомами, разумеется, а слушаю стримингом, и понятно, что у меня там, конечно, определенный набор э -э, есть. И... Но вот, кстати, последний альбом Бориса Борисовича очень даже э -э, очень даже э -э, переслушивал несколько раз. Э -э, значит, и э -э, рекомендую уж совсем любителям, я в Телеграм-канале писал об этом, совсем любителям э -э, Гребенщикова... Он зашел тут на подкаст к еще одному моему любимому музыканту из Англии, Стивену Коутсу, лидеру группы Real Tues the World. И он там в подкасте, на английском, разумеется, языке, рассказывает о своем детстве в Ленинграде. Вот Это обалденное слушание. Ну, такое своеобразное, суперфанатское абсолютно. Вот, но... Если вдруг кому интересно, зайдите у меня в телеграм-канале, отлистайте, там есть ссылочка на Стивена и его подкаст. Леонси Альмейда прислал нам 15 шекелей опять. Спасибо большое. Много шекелей вышло сегодня. Ирина прислала нам 1000 рублей. Спасибо за гостю. Хороший стрим и серьезный, и смешной. Люси крепких нервов для изучения фантастических тварей и удачного решения жилищного вопроса. И вот на наших часах наступают следующие сутки, 28 октября, мы отстаем на 2 часа 40 минут. Это много. Я думаю, что мы еще час примерно в эфире или может быть больше даже. Анна М прислала нам 2 доллара, спасибо большое. Там просто, может быть, я что-то написал, но просто там меньше скольки сейчас, Четырех э, долларов, я не помню, просто не показывается мне надпись, извините. Калиопия уже 2 евро, Вова 600 рублей, ничего не написал. Так мы быстро дойдем, если все такие будут. Полакин Фольт, на произведениях которого я рос, прислал нам 20 долларов и написал «Привет, донат – это кондитерское изделие, Люся, прекрасно». Да, мы в курсе, что это пончики, тоже установили в ходе стрима. Нечетник прислал нам 5 евро. Доброго вечера. Большой лепро привет из Белграда. Дерти и лепро с 2014 года скатились. Йована раскрылся чистым ватником в Москве. Я уехал в вынужденную миграцию. А когда-то и там зарождалось общество. Может кто вспомнит Тугезу. У нас и на Эхе был блог. Но дед все съел. Имеется в виду не Венедиктов в данном случае, а значит Путин. Потому что там на эхе можно так подумать. Нет. Нечетник. Дальше. Ищу теперь, куда себя приткнуть в приближении теплой России будущего. Да и просто в жизни. Благодарен вашей работе. Спасала и дома в начале войны, и сейчас в эмиграции. Люси и котам поскорее найти жилье. Фантастические твари. Отличная новинка. Всех обнимаю. Хуй войне. Свобода политзаключенным. Спасибо вам огромное за донат и за воспоминания про интернет-сообщество. Так, Татьяна прислала нам 5 евро, написала «Доброй ночи, время переводит на час назад, поэтому по старому времени брекфаст будет начинаться на час позже». Нет, мы работаем по московскому времени, по непереводимому. Поэтому брекфаст-шоу э, будет начинаться в 9 часов по Москве, соответственно, в 8 часов будет в Вильнюсе и 7 часов будет в Европе. Ну, в смысле, в центральной Европе. Сейчас это не так. Вот, поэтому... Нет, мы выходим по Москве. Вот в чем секрет. Так, доктор Шац пытается все-таки нам разъяснить, что он имел в виду. 400 рублей присылает. Про Геру. Я в Италии, активист. Гера не в первый раз постит неверную инфу. Кавычек не ставлю. Глючит у вас. А, да, у нас глючит, действительно, когда кавычки не считывает, короче говоря, про мой первый донат. Про, было про два случая. Оба неприемлемы, как мне кажется. Про Лизу ранее пояснил. У вас есть, у вас есть совет для наших иммигрантских СМИ, чтобы такого не было, чтобы никак на BBC. Ну, вообще есть правило дабл чек. Я не знаю, куда оно подевалось-то. Оно всегда было святое. святое. Единственное, по-моему, даже правило, которое надо соблюдать, когда ты что-то пишешь, дабл факинг чек. Что случилось с этим правилом? Мы его тоже закенцили, он кого-то облапал, и что произошло-то? Значит, дело даже, ну, дабл-чек, в смысле э, новость должна подтверждаться из двух независимых источников, работает не в данном случае. Э, прости, Людмила. Хорошо, хотя бы факт-чекинг. Но... Окей, хорошо, не дабл чек, управление. просто да. факт-чекинг. Именно, именно. Элементарно. Значит, э, э, в, ну, вот это вот заколебали, честно говоря, новость должна подтверждаться из двух независимых источников, и все это повторяют как мантру какую-то. Это хрень абсолютная. Потому что это работает... Ну подожди, это не месте. хрень. Это не хрень. Всегда классно получается. Мне мнение Дай от противоположных Дай договорить. Дай договорить. И ты услышишь. Все. Эта хрень, она работает только в очень узком сегменте. Если ты сам добываешь эксклюзив. Если ты добыл эксклюзивную новость, тогда ты ее должен проверить в независимом источнике. То есть ты ее из какого-то источника добыл. Не бывает так, чтобы новость соткалась из воздуха ты ее у кого-то взял, кто-то тебе об этом сказал, где-то это было написано, где-то ты это прочитал, где-то ты это услышал и так далее. Вот. Ты это видишь как, как новость, да? но ты должен ее проверить, если это кто-то тебе сказал, да? какой-то источник. Ты должен его проверить другим источником. Вот, это дабл-чек. Он так работает. Так должно быть. Все верно. Или если ты репортер, ты видишь собственными глазами, ты сообщаешь о том, что ты видишь собственными глазами, как правило, еще и поясняя, что это твое субъективное видение, потому что часто мы слона всего не видим, а видим ну, то, что вот перед, перед нашими глазами, но не видим там допустим, всего поля боя, допустим, и так далее. Вот. То, что ты говоришь, факт-чекинг, все верно, абсолютно так и есть. В данном случае, каким образом надо было поступить? Надо было просто додуматься, что Министерство здравоохранения Газы немножко по другим принципам работает, чем, например, Министерство здравоохранения в Великобритании. А Министерство здравоохранения Газы ⁇ структурное подразделение Хамаса, который только что совершил теракт, убив полторы тысячи израильтян. И поэтому к его информации надо относиться с предельным скепсисом. Потому что, скорее всего, это дезинформация. Вот. Никто с предельным скепсисом к этой э, информации не отнесся, раз. А во-вторых, более того, с предельным скепсисом отнеслись к э, информации э, ведомств Израиля, э, приписывая к ним то, что их не могут проверить. Собственно, вот, вот и все советы. Совет, в том, что ес... Совет состоит в том, что если вы берете новость из источника, которому вы, ну, вы должны задать себе вопрос, доверяете ли вы этому источнику, лажал ли этот источник раньше, обманывал ли он вас, есть ли у него корыстный мотив обманывать вас и так далее. Если вы отвечаете на все эти вопросы отрицательно, то вы можете давать новость со ссылкой на источник. Если вы отвечаете хотя бы там на один из вопросов положительно, вы можете просто переформулировать новость, написав ее, что э, Министерство здравоохранения газы в скобочках структурное подразделение Хамас. Еще бы лучше написать недавно совершивший теракт. Ну да бог с ним. Вот. Заявляет, что... Ну и дальше там про 500, про 500 человек. Эта новость имеет право на существование. И вы можете вполне ее дописать, написав, что информации из независимых источников нет. Израиль не комментирует или еще что-нибудь в этом духе. Вот тогда это будет объективно поданная новость. И Uh, число жертв 500 человек не будет подаваться как неоспоримый абсолютно уже всеми установленный факт, как было в случае с BBC. Вот, собственно, извините за небольшую лекцию, но такой был вопрос. Извини, пожалуйста, ключик, yeah, что мне я тебя вот, да, но ну, про просто э, как бы заколебали, честно говоря, все этими правилами двух источников. Вот. Ну, Слушай, ну, честно говоря, про правила двух источников, это правило двух мнений, которому учил Венедиктов, потому что он не допускал один комментарий на новость в программе, ты что, не помнишь этого? Не оштрафовал один раз. Конечно же, допускал. Но де да, нет, дело не в этом. Подожди. Ну, просто это не, не совсем так работает схематически, как ты себе представляешь. Условно говоря, допустим, прокуратура обвиняет Алексея Навального в том, что он украл весь лес. что мы должны сделать с этой новостью? Вот она уже есть. Мы знаем, что прокуратура обвиняет. Все, вот бумага из прокуратуры. Как мы должны с ней работать? В том варианте, который ты изложил, мы должны взять комментарий у прокуратуры и должны взять комментарий у Навального. И без этих комментариев, да. ну, либо давать новость без комментариев, либо давать оба, верно? Да. Не так. Мы должны взять комментарий только у Навального, потому что позицию прокуратуры мы и так знаем из ее бумаги. Вот. Окей. Okay. А, ну, правда, потому что, собственно, бумага – это и есть позиция. Собственно, что тут еще добавить, комментировать? Ну да, Нестандари... хорошо, то есть, тогда, получается, тогда получается, что тут… Ну ладно, хорошо, извини. Мне нет, давай, хочешь, интересно. Просто получается тогда, что у них изначально был этот дабл-чек готовый, получается, что у них была информация от… Министерство здравоохранения э, Палестины, Газы, прости, пожалуйста, и э, информация от Израиля, то есть у них -то изначально было два в том и дело, что от Израиля Понятно? не было, от, Изра... от Израиля не было в том и дело, вот у них не было в они везде шло и в заголовках 500 убитых в Газе, даже часто без ссылки на Эту сам. Ну, вот там проблема была ну, в основном ссылки, даже. Да, я оговоркой. понимаю, что это ошибка, да. А потом, ну и даже со ссылкой. Со ссылкой без другой стороны, хотя бы даже без оговорки, что э, там э, Израиль пока не комментирует, или еще что-нибудь. Там были потом, но сама структура новости 500 убитых в газе уже плохо. Потому что надо сначала, что э, источник, если у тебя он один, то сначала источник, потом новость а потом то, что вторая сторона не комментирует. Так можно давать, но в таком порядке. Вот, если ты даешь сначала новость, потом стремный источник, а потом у тебя э, вторая сторона не комментирует, то это, конечно, э, как, как это называется, байс. Вот. Извините. Я да, мы застряли во внутрике, пишет Евгений Л. Все верно. Э, вот, конечно, понимаю, что лекция <связывая> по принципам журналистики в, в, в без 3 это сильно. Вот. Но раз был вопрос, почему нет, у нас счет дохренища этих вопросов. И спасибо вам за то, что вы столько много их прислали. Дохренища это хорошая в данном случае характеристика. 2000 рублей от Нестану Дориджана. Здравствуйте, Александр Люсь. Спасибо за вашу работу. Поддерживайте мое существование в Москве. Люсь, понимаю ваши чувства насчет кошек и собак. Нахожусь в такой же ситуации. Собачница, но имея больше кошек. Соболезную по поводу собаки. Это ужасно. Еще раз спасибо вам обоим. Андрей тель прислал нам 10 евро. Спасибо, Люся, что заметила Гуревичу, что его смех не сильно отличается от радости террористов. А Саша, спасибо, что усомнился в ссылке на спецслужбы, профукавшие террор, террористический прорыв над Коношенковым. Смеемся за такие факты. Гуманная бомбежка газа выбивает аргумент против бомбежек РФ в Украине. Вообще не так. Ну, то есть, мне кажется, что все с ног на голову. Во-первых, Миша да. Гуревич смеялся и Ракет, не смеялся. но не смеялся. Как бы ну, его бодрый, бодрый настрой был и по поводу ракет, летящих в Израиль, в том смысле, что мы не прекратим танцевать, заметите. Ну вот, то есть там история не в том... И, конечно, когда он говорил про бомбы на газу, это было в том же бодром духе сказано. Значит, и я не, не считаю, что его смех не сильно отличается от радости террористов. Это противоположно другая эмоция. Это эмоция выживающего человека, а не убивающего. Вот. И, значит, Саша, спасибо, что усомнился в ссылке на спецслужбы, профукавшие тоже не так. Я усомнился в ссылке, там мы говорили не про спецслужбы, а про армию. Это разные вещи. Хотя я упоминал спецслужбу, когда речь шла об Украине. Вот, и Коношенков тут не, не очень релевантный пример, значит, хотя Коношенков это армия, ну, на армию, короче говоря. Значит, я не то что усомнился, но каждая, каждая ссылка это не значит, что армия права или не права всегда. ну, просто каждая информация должна подвергаться сомнению, как мне кажется. Ну вот в Израиле довольно часто не так. Если это официальная информация, то ей люди доверяют. И знаете почему? А потому что они чаще всего говорят правду. Но они мало лажают или мало сознательно врут. Вот, не, опять же, не хочу хвалить, но это, это, это репутация. Я имею в виду, что это так работает. Если вам, условно говоря, там, средство массовой информации не врет, вы, скорее всего, ему будете верить. Вот, это, ну, или в данном случае, там, армия или кто-то. Но при этом мы, как журналисты или как члены общества всегда должны сомневаться в том, что нам пытаются втюхать все верно. Вот. И насчет, что гуманная бомбежка газа выбивает аргумент против бомбежек РФ в Украине не выбивает абсолютно, как мне кажется. И мы, ну, слушайте, я не знаю, там гуманная, не гуманная, но а, вы поглядите просто. К, сейчас обалденно много видео про газу и как там взрываются подземные хранилища под домами, когда в нее попадает снаряд. Ну, у вас ничего не закрадывается в голове, как бы, что склады под жилыми домами – это вот самый натуральный терроризм. И ничего общего с бомбежками России в Украине не имеет. А обстрелы, я имею в виду, со стороны Израиля. Вадим прислал на... Ну, на мой взгляд, опять же, может, Люся по-другому считает, извините. Вадим прислал нам 400 рублей, написал спасибо за стрим, написал вам насчет квартиры для Люси в личку в Телеграме. Да, я видел, просто сейчас не могу переслать Люси, вот все ей постепенно пересылаю. Вот, наконец, Алексей 44 прислал нам не только 400 рублей, но и песню «Момента». Верхний ее припев. А, ну, видимо, только ее припев, а то очень дорого стал. сори, свидетель стабильности. Вступая в наши ряды свидетели стабильности, здесь тысячу лет я и ты свидетель стабильности, давно запущен процесс в руку флаг на грудь крест, свидетель стабильности или просто СС. Алюся в алмазном небе. Понятно? Да, Хорошо. я там. Домашка прислал нам 600 рублей и написал Добрый вечер. Воспользуюсь Сашиной медиа империей в корыстно-бескорыстных целях. Знаю, Сашина правила не давать ссылки на всякие сборы, поэтому ограничусь названиями, а желающие смогут погуглить и принять решение, помогать или нет. Пару лет помаленьку помогаю приюту, забытые сердца, помогаю бездомышам. Они помогают бездомышам, пристраивают, кастрируют, лечат. Обычные наборы. Вот сейчас у них прям жопа. А впереди праздники, все ужимают расходы, не до животин. Забытые сердца Ростов. Спасибо. Люся замечательная, идеально вписалась в антидот медиа. Спасибо большое. Пожалуйста, Люся, правда, переведите на забытые сердца. Вот я повторяю, называется приют «Забытые сердца». и Пожалуйста, не покупайте, берите из приюта, ребят. И, пожалуйста. Дорблю прислал нам пять фунтов. Здравствуйте, Люся, приветствую вас и ваше появление в Breakfast шоу Очень беспокоит, что Саша выдал вам какую-то ужасную работу по просмотру. Выдал Саша. Саша сидит, так выдает на входе. Вахтер этот самый. Все, все правда пишет. Да, да, выдал. Какую-то ужасную работу по просмотру всякой пропагандистской требухи, на которую не стоит тратить свое время. Требуйте у него какую-то другую рубрику, хотя бы обзор музыки. Будет минутка антикукухи в Брэкфэф-шоу. Ну, я полностью согласна с автором, да, мне дали ужасную работу, я надеюсь, что я там выслужусь как-то, мне дадут получше. Слушай, а я вот думаю, так как, ну, видишь, и время идет за нас, Путин умер, вот когда падет режим уже через там несколько месяцев, скажи, пожалуйста, а ты мне какую-то, может, другую новость дашь, ведь тогда пропагандистов просто не будет, пропаганды же не будет, когда уже все узнают, что он умер. Значит... Ну вот это сейчас была, конечно, две версии абсолютно совершенно. В том плане, что, значит, Люси Грин. Это не я, я это бы... Соловей. Ага, Соловей. Давай, а удобно, да. все можно свалить на Соловья, очень удобно. Но а, Люси Грин представляет дело так, как будто бы а, не она хозяйка своему собственному контенту, своей собственной рубрике. Вот. Она сама предложила, вы слышали переписку, я могу ее опубликовать, если сказать, сама вот это все Нет, предложила. Нет, подожди, 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 подожди. Естественно, я имею в виду, что сейчас это очень нужная работа. А когда пропагандисты исчезнут, ты же мне дашь какую-то новую должность? Дорогая моя, ты можешь заняться чем-то другим, если тебе так хочется. Люся, Давай пообсудим, если тебе уже надоел, давай обсудим что-нибудь другое. Нет, вот. нет, нет, нет. Да просто как бы Ну они же исчезнут. о чем я буду говорить. Я не говорю, что мне надоело. Я даже не сказала, что мне не нравится заметь. Я просто говорю о том, так. что а, в связи с последними событиями пропагандисты скоро исчезнут. О чем же я буду говорить? Лючка, решим вопрос да, решим хорошо, вообще. Ладно. Мне кажется, что... а, Ну, если они исчезнут, ясное дело, что я тебя не буду заставлять говорить об исчезнувших. Вот, странно было Ты не страной. понимаешь шутки? Я шучу. Куда они исчезнут? Он же будет жить 200 лет, е-мое. Ну, что такое-то? Никуда не исчезнет. А, в этом боюсь. Нет, ну, так я на таком уровне, мать, вот это вот мета-мета я совсем не догоняю вообще. Это со мной бессмысленно. Окей. Mm, Котик-опормотик. Okay, прислал нам 400 рублей. А, кстати, уже немного осталось. Мы уже 5 часов сидим. Пять с половиной хотели. Ну вот, даже раньше закончим. Котик Бармотик прислал нам 400 рублей и написал. Уважаемый музыкальный журналист, а что вы скажете по кейсу Арбениной, спевшей с женой российского военного? Прогнулись, чтобы отстали? Прогнулась, чтобы отстали или сломали Диану? Я прям сильно разочарована. А мне кажется, нет противоречия между прогнулись, чтобы отстали, или сломали. Мне кажется, это примерно одно и то же. Вот, Ой, да, слушай, да. мне кажется, знаешь, вот все такие все такие у нас герои вообще я бы очень хотела бы сказать, что я бы на месте Арбенина и отказалась петь с женой российского военного, но я, к сожалению, не знаю, в какой в какой ситуации да, я не знаю обстоятельств и вот это вот осуждение, опять же, да, о чем мы говорили чуть раньше. Дэви, ты можешь прекратить? И это осуждение постоянное, ну, надоело уже. Ну, хотя бы Арбенину-то можно. Мы же не знаем, как ее заставили. Чем ее шантажировали? Простите, у меня кошки ситуация. Мы не будем вообще считать то, что она сделала раньше. Мы не будем вообще считать ее никакие заслуги раньше. Будем судить ее по вот этому поступку, о котором мы не знаем ровным счетом ни черта. Серьезно. Ну, это, кстати, Я вообще интересно. не понадобился арбенину Подожди, интересный подход, Нет, смотри, возвращает нас к разговору вот о откопанном про Тимберлейка или Мартынова. Значит, потому что с одной стороны получается, что нынешние поступки перечеркивают прошлые заслуги, и одновременно прошлые поступки перечеркивают нынешние заслуги. Все, короче, перечеркивает. Короче. Значит, любое говно, будь то оно в прошлом или в настоящем, портит весь мед, будь он до того или после. Вот, я вывел закон. Ну какой-то не, несправедливый совсем закон-то. Не значит, что я его поддерживаю, я просто говорю о том, как это воспринимается. Да нет, просто вот не ну, обращают ну, человеку ничего. Ничего не прощают, а может быть, я, я просто не хочу предположений строить, под каким прессингом ее заставили это делать, но я, например, не знаю Диану Арбенину лично, я смотрел очень много его, ее интервью, я знаю абсолютно точно, могу сказать, что просто так на ровном месте она бы этого не сделала. Я, не понимаете. ну, мы знакомы с Дианой не так, наверное, близко, как Миш Козырев. Она несколько раз была у меня на интервью и пару раз мы виделись в городе, как-то в Москве. Вот я ничего не могу сказать про то, там сделала бы она или не сделала. Мне кажется, что она делала все возможное, чтобы не вляпаться. Вот в каких обстоятельствах она вляпалась, я не знаю и тоже не хочу осуждать, понятия не имею, что там происходило и как, как было. Другое дело, что вот, например, с, когда произошло с Ромой Зверем, да, вот эта история, и мы видели и песню, которую он написал там про иноагентов, про уехавших, что-то вот это вот такое. Вот, и все такое. И тут вот, тут, тут вот я уже, тут вот я уже, знаешь, это не сдержусь кинуть камень. Что касается Дианы, мы, ну, пока не могу ответить на этот вопрос, было ли это, было ли это там добровольно, или это был выкуп за концерты, или это был шантаж какой-то более, более жесткий, сложный. Просто не знаю, правда. И не хочу отмазывать, не хочу с одной стороны, и не хочу точно так же кидать камень. Не знаю. Нет, не хватает информации. Вот, но, конечно, Ситуация очень неприятная, чего уж там говорить. Просто знаешь, да. что немного напрягает, вот узнал чел Котика да. бормотик эту новость, и сразу прямо сильно разочаровалась она во всем. А можно взять тайм-аут, да. чтобы узнать побольше об этом? А не сразу вот это вот ой, ну все, больше слушать не буду. Ну, возьмите чуть-чуть времени, просто ничего же вы не потеряете, если начнете разочаровываться в ней через две недели. Серьезно? ли? Угу. Достаточно а просто. Да, Светлана прислала нам 600 рублей, спасибо большое. Андрей прислал нам 600 рублей и написал, поддержите Лизу Лазерсон, хватит хейта. Ну, давайте, например, попросим еще анекдот как нибудь рассказать. Почему нет? Минутка юмора. В рамках поддержки, так сказать. Почему нет? Да. Кинфолд прислал нам 10 долларов и написал. Батя, Люся, Чатлане, привет. Сейчас проверю вас, музыкальные журналисты, на профпригодность. Помните микс Полакенфольд фит Виктор Цой We Want Changes? Люся, я рад безумно, что ты и Андрей Колесников из Карнеги не стали в рядок с безгрешными в белых пальтишках и не стали желать расправы с Лизой. Меня почему-то я тоже не желаю расправы. Хочешь сказать, следить. что Колесников тоже заступился за Лизу Лузерсон? Ну, не тот Колесников, которого ты имеешь в виду, Андрей Колесников из а. Карнеги, это притолк. А, я думал, Андрей Колесников уже написал, вот это очень смешно было бы, окей, хорошо. Нет, нет, нет. Вот, а микс Акинфолда с Цоем я не, не помню. Нет, я помню только с а, ППК. Не обижайтесь, uh, Пол Акинфолд, просто мне не очень нравится Пол Акинфолд, ну, который вот английский диджей. Ну да. Sorry. Бывает. Uh, фарс прислал нам 5 евро и написал. Я спрашивал, как жить. Вы спросили, откуда. Я из США, а в евро до да ночи, так как у вас евро по умолчанию стоит. И, как я понимаю, вам с ними удобнее. Не нужно конвертировать при выводе. Спасибо большое. Это действительно так. Люси интересные вещи говорит, как человек не из нашего бабла, бабла, не из нашего бабла, еще может посмотреть на нас со стороны. Мы ее испортим. Ясно? Человек не знает, что. это вам повезет, если я вас не испорчу, знаете. Да, да. Ну, ты знаешь, на самом деле, можно. Ну ладно, это я после стрима тебе скажу. Не хочу нас пить. Доктор Шац прислал нам 400 рублей и пишет: развели на понч. Лиза говорит: тут бюрократы слушают. Мы приходим, в НЖ работа, нам пеняют, что мы такие же людоеды, как и пропутинцы. И показывают на анекдот Лизы. А вот чем Лиза, значит, хорошо бы, чтобы такого более не было. При этом Лизе спасибо уволилась, и мы теперь можем отвечать, что она себя наказала. Я не очень понимаю, при чем здесь вы, при чем здесь Лиза? Ну, в смысле, во что с Лизой объединяет? Лиза не уехала, Лиза в России, с одной стороны, а с другой ну, единственное, что вас объединяет гражданство в этом смысле, ну, так вы можете разных людей показать, можно и на Соловьева показать, зачем Лизу, зачем Лизу-то, так сказать, вот, что, Соловьева мало, что ли, вот, поэтому, не, не знаю, причем здесь, ну, какое новое качество привнесла Лиза-то в эту разборку, ну, вот, Пола Кенфолд, также 10 долларов. В ужас приводит реакция людей. Столько желания было уничтожить Лизу. Там уже тысяча комментариев с проклятиями. И каждый следующий, кто ее отыграет, все равно напишет кучу негативного. Извинился не так, недостаточно, не верим уволить с работы. Так чем мы лучше, чем жестокие зетники? Люся, спасибо за человечность. Не стоит переживать, за чью вы сторону. Вас за это и ценят, за ваше мнение. Батя, огромное тебе спасибо. Я из-за тебя стал смотреть эхо. С тобой в эфире встретил начало войны в Украине. И благодаря тебе еще многим не остался в тишине, когда эхо закрыли. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, здесь немного риторический вопрос. Чем мы лучше, чем жестокие зетики, вот э, реакция на э, значит, на анекдот Лизы или там на ее выступление. Вот я, я что, могу, могу согласиться не в том, опять же, плане, что э, мне кого-то хочется защитить, или я считаю, что она сделала правильно, или там еще что-то. Повторюсь, этого в принципе не должно было быть. Но это даже, мне кажется, не столько Лизин прокол. Скажи, пожалуйста, а вот безотносительно к ситуации Лизерсон ты замечал, да. что э, либералы друг с другом, хорошо, условно называемых либералами, да, противоположность ватников, условно называемых либералами, что они разбираются да. друг с другом гораздо в жест... В жест в манере более жесткой, чем э, ватники, что ватники они тупо дружнее. Нет, нет, а там тоже, там такие междуусобные войны вообще пипец. Внутренняя, как как это, внутривидовая борьба самая страшная всегда, чем межвидовая. Знаешь ли ты, что большинство палестинцев погибло вовсе не от рук израильтян? Это а, ты от рук, это как... от рук палестинцев. О том, что внутривидовая борьба самая страшная. Вот. Так что здесь такая же история примерно. <связать> То есть это нормально, что мы друг друга... Не знаю, я вот смотрела, еще раз повторю, что я смотрела «Любовный треугольник», Соловьев, Сатановский и кто там -то еще был, третий, который очень смешно ответил в итоге, что каждый, кто меня обижает, потом заплатит за это. И это было настолько нежно по сравнению с Лазерсон, что я даже стал, не стала об этом говорить в «Фантастических тварях», потому что они прям очень нежно друг по другу написали, но там один раз он назвал слово «мразь». Для Соловьева это скорее комплимент ну, из его уст, я имею в виду. Поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, что мы, как бы, вот либералы, опять же, условно, мы прям набрасываемся друг к другу и гораздо жестче относимся к ошибкам, неосторожно. Не знаю, я просто на полутора лет вижу, как за нечаянное какое-то неправильное слово распинает Андрюша Лушака, какого-нибудь там красильщика. Ну, красичка, правда, пишет глупости много, но что ж теперь? Ну, не все же люди одинаково умные должны быть не знаю. Не, мне кажется, это просто, ну, опять же, ты э, сравниваешь пропагандистов с э, фейсбучной тусовочкой. Надо тогда сравнивать э, Z. Э, Z-каналы, которыми занимается э, Иван Филиппов, э, э, известный гнедовед, вот, э, значит, друг с другом. И там борьба идет не на жизнь, а на смерть. Да, это еще одна наша новая рубрика на Западном фронте. Вот мы занимаемся исследованием телеграм-каналов именно вот этих. Нет, Зай, я уже с сказала про слово гнедовед, потому что оно уже да, да, да про я, понимаю, я это, знаю, это, она это, офигенная. Это, это, не я, это не я придумал. Это при, тут принадлежит с Шипелиным. Не знаю, кто из них. копирает на это слово, они придумали. Вот. Гнедовед. Шепелин у тебя тоже был замечательный. Ну, стараемся, так сказать. Все они прекрасны. Ну вот, слава богу, что всем находится место временное или постоянное в нашем, на нашем канале. Бибеч. 30 евро. Привет, мой первый донат, Тут написано как донат, империи Пучева. Донат. Да-да, но он латинский написан. Вот. Я был фанат Люси на Сер дожде, Пиратское радио просто огонь. Доначу в поддержку Люси и за мир во всем мире. Спасибо за все программы, которые делаете. Вот, Люси. А ты знаешь... Спасибо большое. На... Причем очень знакомый, очень знакомый ник, мне кажется, мы как-то... Может быть, он человек есть у меня в канале, потому что я знаю этот ник, Бубейч. А ты знаешь, насчет пиратского радио, когда я, ну, я слушал радио вообще, и «Серебряный дождь» тоже, только когда в машине ездил, вот, и ты знаешь, когда вот в ночи я на тебя попадал, мне ужасно нравилось, там же у вас связь осуществлялась посредством СМС, еще таким старым uh -huh. дедовским способом, вот, посредством СМС, мне ужасно тебе нравилось отправлять СМС в эфир, и я был просто счастлив, знаешь, когда ты говоришь, о, Саша Ключев пришел, что-то в вот этом духе. Такой вот. О, Саша Ключев пишет. Вот. И э, прямо. Знаешь, как э, про тебя по радио прочитали? Круто же вообще, невероятно. Помню, посылал пару раз. Э, значит, э, ленивый енот прислал нам 6 евро и написал: Доброй ночи, вопрос к плюсе. Вы говорите, что у вас все путается, когда вы пытаетесь понять про Палестину и Израиль. А вы пробовали читать что-то об этом? Или полагаетесь только на мнение ваших личных знакомых? Я ничего не читала, только смотрела. Я не читала никакие книжки про это. Смотрела художественные фильмы, не читал книжек про израиль-палестинский конфликт. Является для меня важнее книжка или переживание моих друзей. Ну а как вы думаете? А для вас что более важно? Для ну, странные вопросы книжки. сейчас. Для многих. Окей, книжки, я, да. я не из многих. Извините, для меня важно то, что здесь сейчас испытывают мои э, друзья. Ас прислал нам двадцать пять долларов. Кстати, для меня тоже. Ас прислал нам двадцать пять долларов и написал: у Плющева одна ведущая лучше другой. Что делать будем? Завидовать будем. Копирайт. Спасибо за вечер. Спасибо вам. А у тебя кроме Нино, меня и Таниш кто-то есть еще, что ли? Александр Филипенко. Блистательная Александр Филипенко. Саша Филипенко работаешь. Мне она так нравится. Она ведет у меня брекфест-шоу по понедельникам, но не а, со мной, в основном, нет. а с Максимом Поляком. Да, иногда мы работаем вместе. Еще она у нас домашний американист. Вот мы ее так называем домашний американист. Когда в Америке что-нибудь случается, мы тут же звоним Саше, и она э, очень самоотверженно выходит к нам в эфир э, в руках. Совершенно любое время. замечательно. Мы работаем по Совершенно слушанию. замечательно. Да, да, Александра тоже потрясающая. Серия. Извините, пожалуйста, у вот. меня ору, орут кошки, ребята, я просто решила их выпустить, думала, что это придаст нам какого-то шарма, а это все ну, Мне кажется, ну, вообще не слышно, Люсь. Не слышно, да? Я не, просто слышно. не слышно. Я Окей. не слышно. Окей. Лунная пони прислала нам 400 рублей. Подумалось, Ведь вся та ересь, что происходит со СМИ и восприятием Запада военных конфликтов в общем укладывается в СЖВ-философию listen and believe, групповой ответственности и тому подобное. Не левый ли эмоциональный подход новой искренности вместо сухой фактологии привел мир туда, где он есть? Для меня что-то малек умновато, извините, ради бога, особенно в 315. Ну, это в, общем, это, в общем, э -э чуть -чуть похоже на то, что я сказала, потому что иногда эта толерантность она становится настолько толерантной, что она противоречит ну, сама себе. И именно в том случае как раз таки. Э... Угу. Так, ладно. Извините, три часа ночи. Два. Да. Давай дальше. Давай, давай. Тем более, что остался, то как говорил моя бабушка, на чем моталась. Значит. Скажи клево. Я иногда ее вспоминаю. Блин, это такая кладезь невероятная. Вообще. Алексей да, 44 прислал нам 400 рублей и пишет, слушаю с отставанием часа на три, а у нас всего 40 минут до отставания осталось. Дайте Люсе музыкальную программу. Пусть без музыки. С учетом Ютуба. Имеется в виду копирайт. Музыкальная программа без музыки. Кстати, будет Люсь. Это вообще клево. Новый формат, бомба. Первая музыкальная программа без музыки. Вот, Слушай, да додуман. можно как-то отойти. Я читал большую статью по поводу музыки на YouTube, там есть лазейка и очень много. В общем, потом обсудим. Знаешь что? Это вообще не срабатывает, потому что, к сожалению, YouTube это, в общем, достаточно такая, как тебе сказать, Uh, ну, не, несправедливая система. То есть там тебе присуждается Нет, да, не, подожди, я имела в виду, подожди, я как русский человек, и ты, и ты тоже как русский человек, не, не понял, когда я сказал да. лазейка, я не имела в виду, что есть лазейка какая-то нелегальная. Они сами сделали очень крутое правило, там есть некие богатые ребята, которые освобождают а. одну композицию для всех, то есть очищают mm. авторские права для всех, и этим можно пользоваться. Это легальная лазейка, mm. не в переносном смысле. Ну окей, ладно, хорошо. Значит, не слушал о таком, но неважно. Что дальше пишет Алексей 44 про это? Пусть без музыки, с учетом Ютуба. Пусть свои мысли говорит о композиции и артисте. Послушать найду. Очень не хватает такого контента. Пью коньяк, у нас снег, приятного эфира. А какой лучший альбом а, альбомом районе? Блин, на взгляд Люси. Видимо, чей-то альбом, а чей я не понимаю. Может быть, Боба Марли. Тут не очень понятно, потому что, видимо, автозамена была, и он на три слова разбил Аль-Бобум районе, на взгляд Люси. А пришлите нам, пожалуйста, ли, ну, куда-нибудь мне этот О, вопрос отдельно. И... да. Извините, что мы не то чтобы байтили на очередной донат, но ä, тем не менее. Можете мне в обратную связь прислать ä, это самое. Но ну, только экстренно, потому что у нас три доната осталось. Вот. Евгений э, Тенкор э, прислал нам 200 тайских бат и написал: Днем рождения, Евгений. Спасибо большое. А как Люси Ганнибал с Мацом? Слушай, подожди секунду. То есть я должна нормально реагировать на то, что тебя назвали Евгением. Абсолютно. Тоже... Это мем. Да, да. А -а -а, ну да, конечно, <laughs> хорошо. Люси Ганнибал с Матсом, в принципе, прикольно, но что-то мне показалось немного однообразно. Я прекратила смотреть, посмотрела полсезона, но Матса я прям очень люблю. Мне, может быть, другие какие-то фильмы с ним более любимые, но я стараюсь с ним смотреть киноч. Александр, что надо сделать для просмотра «Матрицы»? В смысле, чтобы я посмотрел «Матрицу»? Да, ничего не надо Может, я когда-нибудь посмотрю. Я просто как пару раз начинал, что-то мне какая-то такая скука, я ничего не понимаю. Ты не смотрел нет. «Матрицу»? Блин, я тебе об этом два часа назад сказал, Люсь. Я не поняла, что Че? ты не смотрел матрицу. Я первый раз вижу человека, который не смотрел матрицу. Ты первую матрицу не смотрел? И вторую, и все остальные тоже. Не, ну вторую, третью можно не смотреть. Это фигня. Но ты на первую не посмотрел. Ты даешь. Ты же еще твоя тема, там всякие эти технологии, там все это такое, ты так любишь. Ну, как-то вот прошло мимо. Ну, чтобы, знаешь, чтобы не было тебе так обидно, я тоже в Pulp Fiction, вот, когда он вышел, мне было там 16 лет, я врубилась в него раз на, на третий. Я выключала на моменте, когда они обсуждают массаж ступней, и вообще не поняла, что я сейчас смотрю, что это такое, что это за диалог, ни о чем вообще. И врубилась на третий раз, поэтому ты не теряй надежды. Я, нет, я абсолютно не теряю, стопроцентно, вот. Я, в общем, так сказать, позднего созревания, как я говорю, поэтому я совершенно спокоен. Уважаемые Ты участники чата, я вами... интересно. да, да, и, ну и доходит до меня трудно и вообще. Вот Евгений Танкорович, еще написал, уважаемые участники чата, я за вами слежу. Он там еще и модерит. Код Android прислал нам 20 долларов, мы на всех парах приближаемся к финалу. Кот Андроид прислал нам 20 долларов и написал «Лучший стрим за несколько недель». Так хорошо порефлексировали. Люся, котики же проснулись, покажите. По-моему, они уже там это все видели. Я показала двух, а третья... Я показала двух, пока ты там читал что-то, а третью сложно показать, потому что она обижается, что есть остальные два, и это очень сложный процесс очень. Понимаю. Пока не прислал Алексей 44 нам, так сказать, у... У него отставание отчасти. на три часа, он не сможет так прислать сразу. Блин, Только вот жопа, придется 3 часа сидеть. Спасибо. Последний донат, он вообще без... Алекс 1933 прислал просто три канадских доллара, и, может быть, надпись просто нам не видна. А Олеся Прислала 10 евро, написал Александр Илюсь. Это последний. Александр и Люся, прокомментируйте, пожалуйста, ваше отношение к буллингу как к социальному явлению на примере Лазерсон. Насколько это приемлемо для вас? Спасибо. Ну, по-моему, говорили, что для меня буллинг неприемлем, если речь но идет о не том, но ты не считаешь что -то... буллингом то, что случилось с Лазерсоном. Он для тебя неприемлем? Ты не считаешь это буллингом? А я считаю это буллингом. Меня. и Но я тебя... просто вот хотела бы еще раз повторить о... О... про то, что, к сожалению, Вы я, я в прошлом не участвовала буллинги, и мне за это очень стыдно. Мне почему-то казалось, что я имею право осуждать человека, который оступился, и даже иногда не имея на это достаточно причин и доказательств. Значит, я спокойно отношусь, тем более, что я и сам подвергался там и давлению, и буллингу и всему прочему. Но, кстати, вот человек все-таки стадное животное, мощное. Я, я просто вот помню по своему случаю и прямо видел, как люди считали необходимым, как мне казалось. Но опять же, мы делаем выводы, исходя из своего, из своего понимания, что людям казалось, ну, люди-то так социализировались, когда, значит высказывали мне а, что-либо, желали мне тоже каких-то неприятностей всевозможных. И всего а прочего. массово тебя булили а, вообще за что? Четырнадцатый год, когда, когда знаменитый твит мой, а, и а, меня уволили с эхо, а, а, мой твит про утонувшего сына вице-премьера, другого вице-премьера а, Иванова, а, значит... Когда э, у него взрослый сын, это не, не ребенок, взрослый сын, он утонул в арабских эмиратах, э, по-моему, он был, да. И там еще с ним была просто предыстория. И именно этим объясняется твит. Предыстория заключается в том, что этот самый сын э, сбил на автомобиле женщину, э, это я знаю. Э, да, и засудил ее родственников, он насмерть ее сбил, засудил ее родственников. То есть ему ничего за это не было, он засудил родственников. Когда он утонул, я, спро... я написал твит, не удивлюсь, что ты об этом не знаешь, значит, я написал твит, и считаете ли вы этот случай, вот, с ним, свидетельством существования Бога? Вот, и, собственно, в... на следующий день я был уволен с ЭХО, и в... В том числе, конечно, многие люди были недовольны и высказывали мне значит, свое э, недовольство э, таким ужасом. В том числе и Максим Кац, кстати. Вот. В том числе и Максим Кац, который требовал последствия от Венедикта. Последствия будут, э, спрашивал Максим Евгеньевич Кац. Вот что-то в этот раз он про последствия как-то не поторопился э, написать насчет э, Лиза Лазерсона. А вот в тот раз, уж не знаю, с какой солидарностью он это делал. Вот. Или наоборот, с каких подходов. Вот, собственно, и, и тогда тоже, извини, что долго рассказывал предысторию, и тогда тоже много людей в личку писало, и там, ну, другое дело, что это было не видео, поэтому, так сказать, вот, в Твиттере много всего, и много желали там, и всякого разного. Но я нормально отношусь к тому, что люди высказывают мнение. Я плохо отношусь к двум вещам. Когда они натравливаются целенаправленно или, ну, они, условно говоря, считают, что так правильно сделать, ну, социально правильно так сделать. Вот. Извини, что я тебя перебиваю, да. а часто что да. думаешь по поводу этого твита? Мне просто интересно. Ты бы написал его еще раз? Я не очень хотел бы переживать это еще раз, потому что, но, думаю, что напиши я его, условно говоря, сейчас никто бы не обратил ровно счетом никакого внимания. Ситуация изменилась абсолютно. Потому что, мне кажется, в 90% людей очевидно, что мы имеем дело с людоедами. Вот. Тогда просто я не просек то, что не все понимают, что это людоеды, относятся к ним как к людям. Вот. А я уже относился как к людоедам. Не то, чтобы я был передовым, ничего подобного. Просто, ну, это ощущение такое. Вот. И мне казалось, что с людоедами так можно. А мне говорили, нет, с людоедами так нельзя, потому что они тоже люди. Ну, бывают люди, бывают людоедами. Вот. Собственно, и все. Оказалось, что так нельзя с людоедами. Смотри, а у меня, я вот, кстати, когда говорил, что нельзя критиковать внешность э, там, симонян вот это все, я считаю, что вот эти ребята, Путин и приближенные к нему, они являются у меня исключением из, из этих правил. Я считаю, что с ними можно делать все. Можно говорить про возраст, про внешность. Но потому что они нам очень сильно должны, и они никогда не смогут вернуть этот долг вообще точно. Никто не может мне заплатить за 20 лет при диктатуре. И никому не может. И мне кажется, что так как они... Мы уже сейчас понимаем, что они с нами не расплатятся, мы хоть так можем на них отыграться. Вот. Ну, я не знаю, я как-то не люблю вот этих исключений. Мне кажется, уж либо все, либо никто. Вот. Нет -нет, нет, 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 С Путина можно делать все, что захотите. Вот если спросит вас, почему вы смеетесь над плешью Путина, можете сказать, что вам Грин разрешил это сделать. Ну, вот тут мне кажется, правильно тебе пишут. Не в том смысле, что я прям хочу тебя как-то переубедить. А вообще, давним зрителям этого стрима известно, что миськи никого не хотят победить, в принципе. Но Мария пишет, как мне кажется, здравую вещь. Люся, если вы допускаете в своем правиле исключения, то должны понимать, что исключения у всех могут быть свои. Резонно. Да, Марина права. Но, видишь, я, я говорю о том, что я допускаю исключение, а так, то все-таки я не издеваюсь над прежде Путина по факту. Да, то есть. Просто это я говорю о том, что вопрос. мы имеем на это право. Вот если бы произошла какая-то ситуация, которая нас разозлила в очередной раз, мы имеем право сказать слова про этого человека. Хотя в, ну, в том, что говорит Марина, конечно, больше правды в том, чем в том, о чем говорю я. Окей, Марина победила один-ноль. Вот. Вот, нет, потому я и говорю, что разговаривать. Вот слушайте, вот когда это э, перестаньте говорить, вы делаете еще хуже. Вот э, э, мне кажется, это не конструктивная позиция. Конструктивная позиция разговаривать и приводить свои аргументы, может быть, спорить, не знаю, и так далее. Вот, хорошая штука, при том, что я никого переубедить вообще не хочу. Вот, не нравится моя аргументация, э, ради бога, ну и вы ко мне не приставайте. Константин Каверин прислал нам 25 польских злотых и написал. Александр, спасибо вам за работу. Пью виски, смотрю, смотрю что бухают все, один коньяк, другой виски. Нормально, мы тут... тут Суббота! Понимаю. Суббота Александр, спасибо. Да. Шаббат-Шалом. Пью виски, смотрю вас, учусь. Приходите еще к нам в эфир. Ну, нормально. Костя, канал. А, это Костя с канала Обычное Утро. Костя, спасибо большое, дорогой. Спасибо. Костя, с большим удовольствием. Это э, белорусские коллеги. вот у, у них, я завидую им тем, что у них очень весел, то есть, ну, ну, у нас тоже довольно, конечно, не грустная атмосфера, но у них она совсем прямо такая легкая, легкая, вот, именно легкая, вот, потрясающие ребята совершенно. Обычное утро, кстати, они про российскую политику тоже много говорят, и вот меня иногда тоже призывают об этом поговорить, вот, так что всем рекомендую, хотя они идут в наше время, вот, но мне не жалко. Дмитрий Б. Поэтому я к ним не очень часто могу выходить, потому что я сам в это время в эфире. Дмитрий Б прислал э, нам 5 фунтов и написал: А вы слышали историю про деда, который в Подмосковье избил подростка гопника и вдруг стал героем? Теперь ему чиновники подарили машину, телевизор и таскают его как чучело все время. Что думаете, до встречи с Путиным он дойдет? Я вообще не в курсе истории. Извините, оторвался от России, так сказать. Совершенно. Ну, какая-то. Стоял пенсионер, действительно, один подросток у второго, помладше, отнял телефон, и дед его быстренько нейтрализовал, и отнял телефон, и вернул его. Но то, что из него сделали чучело, это, конечно, жалко, потому что классный дядька отстоял малыша. Он совсем был мелкий, у кого отняли просто. И плакал, стоял. Не знаю. Но, в принципе, он хорошее дело сделал, остановил преступление. Нич ничего Окрым, не сказать, мало простите. героев, понимаешь, мало героев, конечно, таких таскают, потому что их вообще нет. Вот этим дядькой просто прониклись очень многие, и эти люди используют его в своих интересах, равно как они поступают со всеми. Mm. У них, в принципе, всегда один метод. Этого ну всего. видишь, как вот один говорит, избил подростка гопника. А, а ты говоришь уже, ну немного по-другому, как говорится, Михаил Подоляк, расставляешь акценты, вот. И так сказать, я не беру. Нет, подросток вообще, был, я... возможно, гопник, но он был вор просто в первую очередь. Я не знаю, насколько он был mm. гопником и как можно было разор... разобрать по видео. Он украл телефон и побежал с ним, а дядька был рядом, он сказал, хоп, его в снег или там куда-то, mm. не помню. Но это Москве, не кстати, это, не называется, изб... это не, не называется избил. Избил это когда подошел и про просто избил. Нет, он, смысле, нет, нет, попил. он его не избивал, он ему скрутил руки и повалил его и пытался удержать его на земле, он его не избивал, нет такого не было. Ну тем более. Вот есть как это все время, вот, понимаешь, надо к тому, как люди оценивают происходящее, надо очень относиться. Я каждый раз потому что каждый рассказывает так, как ему нравится, а не так, как был на самом деле. Вот, это очень аккуратно. Подожди, но мне кажется, что подожди. Э, ну, если мы говорим про Симонян, извините, что я перескакиваю. Нельзя ни при каком же... раскладе э, критиковать внешность женщины. Мы с Мариной будем спорить об этом или все-таки согласимся, хотя бы на этом сойдемся. То есть если бы Путин а ты был женщиной, ты... если бы Путин был женщиной... Нет, давай. почему? Ты же по по прочитал мне, Маринина, сообщение. А, извини, нет, я, я думал, думал ты, ты... Да. Нет, и, и если бы Путин был женщиной, я бы никогда ничего не сказал про его плеж. Окей? Есть правила, которые я никогда не буду... Ну что ты смеешься? Которые я никогда сексизма? не буду нарушать. Что? Сексизм есть, конечно. Но внешность женщины обсуждать это вообще дно. Извините. Окей. Okay. Просто многие вообще... То сейчас Марина может мне написать, что у каждого свое дно, и она тоже будет права. Но вот ä, обсуждать внешность женщины – это общее дно, понимаете, Марина? Она для всех одинаковое. Вот. Ну и, наконец, последний донат э, от Нади Г, э, которая прислала нам 5 евро и написала «Невероятные 5,5 часов». Действительно, 5,5 часов, как и было предсказано. Назовно Кошмар. Буквально. Это не ты, это наш слушатель, так сказать, наш зритель в одном из донатов. Спасибо так вам, что вы меня предупредили, и я сразу поняла, что мне это светит. Спасибо, что вы мне да. сразу лишили меня иллюзий. Невероятные пять с половиной часов, которые продемонстрировали мне, что в моей любви к Сашиным стримам The Sky is the Limit я переведу это вольно, как бесконечность не предел. Спасибо огромное обоим соведущим за, за спектр подаренных эмоций. Спасибо большое. Я, знаешь, со своей стороны. Спасибо, Надя. Хотел, знаешь, что сказать, Люсь. Конечно, ты уникальный человек. Абсолютно. В том плане, что мы, мы конечно, нас и война, и не только, и вообще политика, мы в своем пузыре, конечно, и во всем. И она, конечно, нас сделала очень... С одной стороны, с одной стороны, категоричными, с другой стороны, может быть, даже чем-то черствыми. Вот. Но дело даже не в том, что ты как-то не, ну, несколько из другого пузыря, или там заставляешь по-другому посмотреть на вещи. Нет, дело не в этом. Дело в другом. Дело в том, что ты делаешь это так. Тут дело даже не в, не в сути о форме. Ты вообще, наверное, заметил, что я больше на форму обращаю внимание, вот когда говорил о шоу, например, чем на суть. Вот, но форма здесь очень важна. И ты делаешь это так, что я вот смотрю на реакцию людей и смотрю на собственную реакцию. То есть я даже прям по себе могу судить. Ты делаешь это так, что э, с собой хочется разговаривать и обсуждать, а не огрызнуться в ответ, а не сказать, ага, вот еще одна все не так однозначно, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, это ты Да, конечно, наверняка найдутся те, кто скажут так. Разных людей разной степени, так сказать, устных способностей много, но на самом деле я просто вижу и реакцию людей, и слежу за своей собственной, и, конечно, ты делаешь это совершенно фантастически. Я должен сказать тебе огромное спасибо, потому что это редкий по нынешним временам, редкая способность, редкий дар, если хочешь. Вот, и буду очень рад обещайте тебя видеть мне, еще пожалуйста, на... Обещайте мне, пожалуйста, Но... если я вдруг иступлюсь, вы не будете прямо на мне крест ставить, потому что для меня это сейчас является главным страхом, который очень мне сильно... Что попросил. ты сделаешь? Оступлюсь как-то. Оступлюсь. Нет, мы, конечно, а сразу. Оступлюсь. Сразу, сразу, друзья, готовимся булить Люсю. Все вместе. Булить, блокировать, вычеркивать из друзей. Вот это все. Да. Хорошо. Ну вот, собственно, все. На этом наш стрим подходит к концу. Спасибо большое всем, кто смотрел. Фантастические. Без 24 почти 5 это, тысяч конечно, человек может. до сих пор смотрит. А, да, Нет, у нас будет 3 часа, но может быть будет больше, но редко больше бывает, И не думай. Нет, редко бывает больше 3 часов, очень-очень редко. Четырех, не трех, четырех. Вот, четыре четырех, стандарта. Да. Вот, да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо Денису, который э, с нами героически все это время был. Спасибо всем, кто смотрел. Денис, спасибо все большое. Все... Прости за депешмот, пожалуйста. А нам донат пришел. Ладно, Ладно, не... Ладно не буду. Не говорить. у меня, меня просит прощения. Что там, что там еще пришло? А, Олег Противогазманов. Ра... Ладно, прощаем. Тысяча рублей. Получилось супер. Противогазманов экономик. только за линк можно прочитать. Какой прекрасный ник вообще. Да, получился суперстрим эмоциональный, трогательный. Открыл Black Square, в последнем посте сразу какая-то гиперсмеси, трики Black Square, да, извини, тут написано так, Black Square. В последнем посте сразу какая-то гиперсмеси, трики, Месси атак и uh, KRS-1. Давай One, я прочитаю, Izzy. я знаю, как они читаются. Давай. KRS-1, Easy Cypress Hill, а выше сэмплы же полный матч музыкальных вкусов. Расскажите подробнее о подкасте и последнем впечатлившем альбоме, пожалуйста. Все впечатлившие альбомы у меня написаны в стиле хип-хоп. Я не буду грузить вам вас названием. Заходите в Черный Квадрат, там все рекомендации, все. Подкаст посвящен Если черной музыке. Во всем... Подкаст почти полностью посвящен так или иначе черной музыке с некоторыми отступлениями. Он два года выходил на радиостанции «Студио-21», но, к сожалению, работа на иноагента на Саши Плющева заставила меня сделать выбор. Не, не, могу сказать, что он был сложным, но, тем не менее, у меня только, только светлые чувства, когда я говорю «Студио-21», воспоминания только светлого порядка. Бубе пишет, прислал нам 10 евро и написал. Мой ник считается как Бубе Ич. Люся, ты прекрасно. Накидайте, пожалуйста, плейлист на выходные. Слушайте, вот по, по этой ссылке Black Square Show. Там, по-моему, около 50 часов музыки. не соскучились. Все, прощаемся быстрее, пока да. никто ничего не писал. Да, все, спасибо, счастливо, пока. Пока.